Clean. Hey, hey, surprise! Hey, hey, Lil? Oh, my shit. Oh, nice to see you, too. Why would you do that? Why would you do that? i think with Listen, young lady, don't bring hey. this thing to Shabbat dinner here. Uh, oh, oh, shit. Shit. How could this be so fucked up? Makes sense! Yes! I think this whole administration. Всех приветствую, дорогие друзья! С вами очередной выпуск подкаста Разговоры о кино и наша славная троица снова вместе Александр, Егор и Станислав. Всех приветствую, ребят! Всем привет! Да, здравствуйте, здравствуйте. Э, на сей раз наш Шаг, традиционный в прошлое, оказался совсем небольшим, ведь говорим мы сегодня о 2021 годе, практически вчера, что случилось, какие вышли фильмы, какие были лучше, какие худшие. На ну, худших мы сегодня вроде так не говорим. Говорим то, что нас понравилось. Традиционный формат наш 5 на 5. 5 лучших фильмов, 5 почетных упоминаний. Также обязательно зачитаем комментарии наших дорогих слушателей, которые вы заботливо оставляли в наших всяких там пабликах и тому подобное. Поэтому да. Ну что же, я думаю, стоит начать, конечно, просто каком-то обзорном таком комментарии о самом годе 2021, который, конечно же, оказался намного лучше, намного приятнее, чем абсолютно кризисный двадцатый год для киноманов, когда мы просто по крупицам выколупливали какие-то фильмы, которые достойны были внимания, потому что, ну, понятное дело, пандемийные дела тому подобное своей точки, со своей колокольни я скажу, что в этот раз что-то мне как-то попадались много дебютов. Мне показалось были... много дебильных фильмов, я думал, что сейчас скажешь, но к счастью... Ну, кстати, дебильных так... фильмов оказалось не так-то много, но было много разочарований. Mm -hmm. Не потому что фильмы дебильные, может, потому что я дебил. Ну, может быть, по-разному. Но много дебютов было, и много молодых авторов мне удалось посмотреть в то время. И, конечно, эти фильмы не попали в мои топ основной, потому что, ну, первые работы всегда, зачастую они всегда достаточно еще. Не обладает какими то такие немножко, да? да, да, да. Но тем не менее, тем не менее, я получил, я получил за ним огромное удовольствие. А, так, или иначе, так или иначе, я считаю, что год 21 выдался очень даже хорошим. Было очень много знач замечательных картин, которых я, в принципе, открыл для себя. Ну, как сказать? То есть, знаешь, вот какие-то фильмы есть, допустим, «Власть пса, о которой о котором все говорили еще до выхода это было одно из главных событий. Но мне много попалось на, скажем так, предмет, по сути, незаметно прошли на каком-то Санденсе, каком-то там, я не знаю, особом взгляде в Каннского кинофестиваля, о которых часто таких фильмов мало что известно. Но тем не менее, тем не менее, пятерочка набралась у меня достаточно хорошая, я так считаю. Слушай, я смотрю вот «Двадцатый» тоже твой свой топ, который я еще не озвучивал в подкастах, и только mm -hmm. комментам написал к подкасту про «Двадцатый год». И тоже смотрю, у меня там всего семь фильмов из десятки, то есть пятерка там лучших, и совсем мало по счету упоминаний было. А тут прям хорошо. Ну, кстати, я теперь, ну, тоже так более подкованно, нежели чем раньше, подхожу к, к составлению листов. Теперь хожу по лотербоксу, набираю себе, смотрю что-то, смотрю, а он такой, «А дай-ка гляну, что в вот-листе у Стаса, у, у Саши». Так-так-так, mm. а чего это они там собираются смотреть? М -м, вот это будет интересно, вот это будет интересно, вот этого я бы не нашел бы никогда, например. И попутно вот мой лист, watch -лист пополняется еще благодаря вам. Я, так, на я, я надеялся, что ты так будешь делать, и что Саша так будет делать, потому что я... Ну, выбор интересного кино, и причем в связи с тем, что у нас бывает мало времени, это такое... Это такая тонкая вещь, и мне не хотелось как бы вас заставлять или как-то на вас влиять в плане того, что вы будете смотреть, хотя я время от времени стараюсь советовать то, что я чувствую, вам может понравиться, и поэтому я как бы так тихо свой списочек веду в надежде, что кто-то туда будет подглядывать. Мы, мы подглядываем, да. На самом деле большую работу составляет именно фид Letterboxd, который открывается сразу на главной странице, и ты mm -hmm. заходишь просто, я не знаю, там проснулся, зашел в Лонтербокс, увидел Егор посмотрел, или Станислав посмотрел, такой-фильм поставил пятерочку. Естественно, ты сразу обращаешь на это внимание, помечаешь себе. Надо бы это тоже как-то глянуть. Mm -hmm. Это одна из самых, наверное, я не знаю, таких положительных особенностей «Латербокса» для да, меня. Да. Потому что mm -hmm. когда мы, мы не то, что мы смотрим фильмы и отмечаем, мы, по сути, ими делимся, делимся своими впечатлениями. Как бы. То есть, это не как в кинопоиске, например, где там просто как то пометочка, друг твой поставил такую-то оценку фильму. Но если ты зайдешь на страницу самого фильма, как бы самого такой фидной ленты И такой визуальный, что хорошо, ты сразу можешь увидеть постер, ты сразу можешь больше связи провести с тем, может ли тебе это потенциально понравится или нет, будет ли тебе это потенциально интересно или нет. Ну а говоря о годе, в целом, я должен сказать, это был такой аномальный год на девятке для меня. Аномальный, по-моему, кстати, да. У меня ни одного не было года. Да, с девятками. С таким у меня топ-10 мой, то есть десятое место, это девятка. Это 9 из 10. Сентиментально становишься Станислав. Тинслав. Нет, -серж -серж я просто наверное, если мне очень нравится фильм. Я не, я не ну я не жалею его хорошо оценить даже ну, если правильно, он, правильно, даже правильно. если он там от э, впервые вот у меня кстати будет в десятке в расширенном топе э, дебютная работа от девушки молодой. Mm -hmm. И я не, я не пожалел и поставил 9. И потому что я действительно насладился этим. И м, в этом плане нормально был год, конечно. И да, он, он, он в 100 раз лучше, чем... А, он не дотягивает до 19, потому что 19 был последний шикарный год в кино для меня. Это действительно был великолепный год. А, он не дотягивает до 19 предковидного. Ну да, 20 даже ни в какое сравнение. А у меня, знаешь, какая трудность возникла на фоне событий с блокировкой России многих ресурсов и так далее. Я заметил, что мне реже стали попадаться трейлеры и анонсы каких-то зарубежных фильмов. А -а -а. Все чаще теперь на глаза попадаются, например, российские продукции. Даже в моем любимом кинотеатре, куда я хожу, сейчас в трейлерах перед кино показывают исключительно только российские ленты. Угу. Вот. И мне как-то сложно быть в информационном поле, как раньше. Угу. Типа, вот этот фильм выходит, вот тут фильм выходит. А сейчас я вынужден просто именно самостоятельно идти да. искать, искать, искать. И поэтому что-то как будто потерялось в этот промежуток времени, вот в этот 21-й год. Я использую для этих целей телеграм подписано разных там людей, которые таких кинозадротов, которые постоянно черпают новости, транслируют э, какие-то трейлеры свежие, утекшие кадры и тому подобное, подобное. Поэтому вот как бы Telegram и каналы таких людей помогают держать руку на пульсе. Поэтому я тебе советую тоже обратить на это внимание, потому что действительно да, YouTube как бы может тебе особо и не предлагать, а может предлагать такое, что вообще разуверишься в магии кино и вообще кинешься в этом нахер. Mm -hmm. Вот. Поэтому... Но тем не менее, тем не менее. Я предлагаю начать, не томить, так сказать, начать поливать жаром. Да. Ладно, я начну. Все замолчали. Хорошо. Хорошо. Я намек понял. Спасибо. Итак, пятое место. Лакричная пицца. Пола Томаса Нандерса нашего. PTA любимого и так далее. Это был один из самых уютных просмотров в кинотеатре для меня. Это было, по-моему, зимой выходило, если не ошибаюсь. Да, был зимой. Я выходил, был снег еще <с�> из кинотеатра, это uh -huh. точно помню. А, Уютно был, потому что зал был достаточно небольшой, и какая-то вот энергия в зале быстро подхватилась, а, и была достаточно солидарна друг с другом. То есть был смех. А, были, было просто какое-то теплое. Было ощущение, что люди действительно растворились в фильме и получают от него удовольствие. Что, собственно, делал и я. А, и, конечно. Конечно, вряд ли кто-то ну, из фанатов Андерсона ожидал такой фильм от него после, я не знаю, там, лент наподобие «Призрачной нити» или как там у него до этого выходило... «Врожденный порог»? Ä, да, «Врожденный порог». На сей раз Пол Томас Андерсон снял абсолютно простецкий, дурачливый такой, э, в какой-то какой мере, забавный, э, наивный даже фильм про любовную историю двух молодых людей. Один, один из них, кстати, несовершеннолетний, который играет Купер Хоффман, сын э, Филиппа Сэрма Хоффмана, который, кстати говоря, был... Э, во, во многих стать... фильмах Андерсона. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. В а, трех все, минимум хорошо. Да, во многих фильмах Андерсона был замечательный артист, и вот как бы его реинкарнация в виде сына появилась у Пола Томаса Андерсона, и играл он на мой взгляд замечательный. В принципе химия между Аланой Хейм и Купером Хоффманом была здесь замечательной в этом фильме. И как бы я я понимаю все претензии, которые потом как бы многие, я знаю, ты Стас, разочарован был очень сильно от этого фильма, я понимаю. Но мне просто было удивительно, что Пол Томас Андерсон вот в своем уже достаточно таком возрасте умудрился просто пойти на такой шаг и снять, как я говорил, высшее, забавное, наивное, такое глупое местами кино, но с невероятно очень теплой атмосферой. Потому теплой что это атмосф... ностальгический такой да, поклон. Да, чисто ностальгический поклон, без попыток что-то да. там перезабрести, принести в новую в эту форму или тому подобное. Нет, 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 это он брал за, конечно же, ну, время основное это 70-е, его детство не самое лучшее время, скажем так, в истории Соединенных Штатов. Там начались просто огромные кризисы экономические. Причем, там, кстати, он... ты знаешь, что вроде Пол Томас Андерсон, не... ну, он, у него, ему было совсем мало лет, как э, в тот ну, он подростком момент. Он был по сути, да. То есть... э, нет, там даже неосознанный возраст в тот в тот момент, в котором затрагивается фильм, то есть он гораздо позднее, типа mm -hmm. уже был в осознанном и он не мог, типа, в, ну, достаточно знать, как какие-то были времена. И он больше рисовал свой идеальный, идеализированный такой несколько мир 70-х с его очарованием. Да, да. И у нас история а, как бы... Такая любовная история двух подростков, которые пытаются устроить пытаются себя в жизни. Герой Хоффмана — это такой незадачивый, вечно сующий в нос в какие-то бизнес-авантюры и тому подобное, предприимчивый парень. А Лана Хейма, она играет простодушку, такую девчонку, которая... Кстати, саму Бр... себя практически. Ну, имя и такое же, как и актрисы, собственно. Она же в группе поет? Да, Хайм, да. Uh, да, и соответственно, uh, все как бы фокус находит на них, на их взаимоотношения. Мне очень нравится, как фильм просто начинается, когда Они просто он, 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 фильм начинается с того, что не договариваются уже о свидании. Условно говоря, он ее уговаривает. И это так просто и весь фильм начинается на быстром быстром темпе такой идти. Во всем этом деле. И поэтому да, я посмотрел с огромным удовольствием. Это кино. Я вышел с очень приятным ощущением. С кинозала, и самый главный комплимент этому фильму от меня это фильм, после которого хочется влюбиться. Вот. Как бы больше и не попишешь. Потому что этому. он таким настроением обалдает. Во-первых, там всегда такое да. лето. Мы всегда находимся... Калифорния, да. В, это как в, бы... В, в окружении своих сверстников и такая авантю, авантюризм, присутствует. двух да, авантюризма. Сложно такой. грустить в Калифорнии, наверное. Не знаю, не пробовал, но хотелось бы посмотреть на это, да. Фильм снят прекрасно. Пленка, старые объективы с огромными хроматическими вибрациями. Все придается вот этой эстетике. Одно наслаждение было для меня, поэтому почетное пятое место в моем топе. Uh -huh. А знаете, почему называется так «Лакричная пицца»? Конечно. Это были сеть магазинов музыкальных пластинок. Хотя, да. Но... Мне даже да. Знать, нравится, как она звучит на русском. Это, лакричная нет, пицца. само это название здорово. вот этих вот музыкальных пластинок, то, что это... Почему «Лакричная пицца», да, сказал бы, два разных слова. Я тоже думал в смысле, а в чем прикол названия? Потом mm -hmm. узнал, что это, в принципе, виниловая пластинка. Она круглая, как пицца, и черная, как лакрица. Интересно. Mm -hmm. Так глубоко mm -hmm. я не копал в название. Mm -hmm. а, вот. да. Это меня удивило, да. Мне порадовал, как <laughs> Брэдли Купер там появился внезапно, и даже главный актер не Он ожидал. раздражал меня в этом фильме. <laughs> как и <laughs> большинство <laughs> людей в этом фильме меня раздражали. А, и это Барбара первый Стрэйзен. фильм по Тома Сандерсона, <laughs> где, мне кажется, он в холостую стреляет юмор этого фильма. Он часто кажется самопародийным даже. Мне кажется, что Пол Томас Андерсон как будто здесь неудачно подделывал тот стиль юмора, который у него замечательно получался в «Рожденном пороке» и в «Мастере», где там я от вот этой тонкой какой-то комедии ржал, потому что она настолько mm -hmm. тонкая, что ты не всегда знаешь, задумывается это как комедия или нет, хотя я думаю, она совершенно осознанно таковой задумывалась как минимум на монтажном столе. А, здесь То, же я видел, как здесь ночь я видел, телебуги, типа того. да, здесь я такой видел нажим. Я хочу, чтобы люди смеялись. И вот, видимо, когда Пол Томас Андерсон хочет, чтобы люди смеялись, ну mm -hmm. тогда я не смеюсь над тем, что он делает. Вот, ну да, да, для меня это было большое разочарование. Это наверное самое гигантское разочарование года для меня, потому что Пол Томас Андерсон один из моих любимых режиссеров, один из гениев, я считаю, современных, и я не мог поверить тому насколько мне не нравится этот фильм, когда я смотрел его в кинотеатре, я не мог этому поверить, я не мог поверить тому, насколько мне скучно э, при просмотре этого фильма. Я реально, это было полное неверие. Я как будто в какой-то параллельной реальности нахожусь, ровно как у меня было неверие, что мне нравится фильм Джеймса Ванна "Малигнант", когда я его смотрел. И вот это какой-то был такой странный mm -hmm. год в этом плане, где э, те, кого я привык поносить, они меня удивили. Mm. Или, например, даже тот же Гай Ричи меня удивил со своим хорошим э, трейлером «Гнев человеческий», над трейлером которого я смеялся, но в кинотеатре получил отличное время от этого фильма. С «Полтмобильного Сан нам получилось к сожалению, совершенно противоположная ситуация. Можно я тогда пятое место свое скажу? Обязательно. Попробуйте. «Лакричная Хорошо. пицца». Хорошо. «Гнев человеческий». Отлично. зараз скажу, что «Лакричная пицца» у меня не будет в топе и в почетных, потому что я тоже не особо разделил той ностальгии, да, я его посмотрел в два захода, и мне это показалось больше как набор вот этих вот сцен, и я сравнивал лакричную пиццу с французским диспетчем э -э, Уэс Андерсона тоже. <с> <с> Кстати, это Но тоже интересное сравнение. Да, потому что это зарисовка на ностальгию по журналистике. Абсолютно тоже разорванные сцены, не связаны ни с чем. Для меня Лакричная Пицца, в ближайшее сравнение, это другой, это фильм друга по Томаса на Квентина Тарантино. Это однажды в Голливуде». Однажды... Это третий фильм, который я хотел да. сказать. Да. И ты прав. Он тоже похож в этом плане, что вот он перебирает только то, что нравится режиссеру. Да, кстати, да, идеализация. Такой, да, получилась тройка очень похожих фильмов. Гнев человеческий. Я сейчас только вот буквально перед подкастом поставил его из почетных в пятерку. Самых mm -hmm. главных, потому что я ему бахнул аж 4 звезды. Я тоже так скептически думал: о, Гай Ричи снимает, казалось бы, со Опять У нас фильм. Джейсон Стэтхэм крутой, да. которого даже не смогли застрелить с нескольких их выстрелов. Ох, как это свежо, я думал. Да. Типа, да, типа, блин, очередной механик, да. что-то такое форсажное. Гнев М -м. человеческий, еще такое название убер-мускулинное. Да, да. да. И я помню, где-то даже писал, что это действительно мускулинный фильм в своей, не знаю, идеи. И канонической постаси. Реально, реально мускулинное кино. И он себя и позиционирует, как такое кино. Он позиционирует себя, как боевик, и он себя четко выполняет эту заявку, я считаю. Потому что. Я бы не назвал боевиком, я бы сказал, это все-таки криминальный триллер, потому что самому экшену здесь не сказать, что очень много уделяется времени. Здесь очень много времени уделяется, как раз подоплеки того, что тебя ну, ждет. Это, в этом плане это... он напоминает фильм Майкла Манна «Схватка», который я тоже не могу назвать боевиком. Mm -hmm. Так уж, это скорее криминальный триллер для меня, тоже, даже драма во многом. Ну, а, вот, и вот, вот этот фильм мне очень, очень напомнил «Схватку», на самом деле. Есть такое. Мне понравился вообще фильм... А, м, ну, даже есть и, и мало этих боевиковых сцен, они выполнены прям круто. Они шикарные. Они, очень они прикольно очень... наблюдать за этим профессионализмом, которым обладают герои Джейсона. Это же, он же криминальный авторитет, и он да. теряет сына в одном из ограблений как раз-таки инкассатора, и потом внедряется в саму инкассаторскую службу, чтобы найти и отомстить вот этим всем негодяем. А, негодяям. Вот. Мне еще понравилась, знаешь, какая роль? Холт Маккелани актера зовут, он играл напарника. Такой тоже дядька в теле, накачанный, с таким мускульным лицом. Он мне еще запомнился с сериала... А, про то как два психолога ездят по этим по маньякам от финчера короче сериал-то этот mm -hmm. за mm -hmm. вот. mm -hmm. да 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 mm да -hmm. мне вообще тогда полюбился этот актер и вот здесь он тоже выглядел классно Такой, да давай я смотри, бы все. похвалил в этом фильме еще Скотта Иствуда который всегда казался мне очень деревянным и ну недостойным таким преемником своего отца в плане актерского мастерства но здесь он был хорош mm -hmm. на мой взгляд это по сути главный злодей который расстреливает сына там mm -hmm. в селезенку, еще куда-то там целая вот эта вот есть последовательность выстрелов, которые воспроизводит потом э, уже во время мести э, с Тетхом. Э, ну, я бы еще похвалил э, Джеффри Донова, на кажется. Это вот как раз э, актер, который играл э, предводителя э, вот этих полицейских грязных, Сол... так скажем. Сол... Или mm -hmm. солдат Чтобы даже... Солдаты они да. были, ветераны, да. Да, которые, по сути, решили взять в свои руки, так скажем, те вещи, которые они могут взять в свои руки в силу своего опыта. И вообще вся их сюжетная линия, которая на половине из фильма или на 60% тебя отматывают время и показывают их сторону, это было очень здорово. И опять же, меня отослало мыслями класса вас Part 2, где то же самое происходит, где ты как бы злодея фильма начинаешь потом его мотивацию понимать, когда ты там целую предысторию тебе его показывают. И это просто вот было структурно здорово, на мой взгляд, показать, вот, казалось бы, врагов и злодеев, с человеческой стороны, и мне кажется, Гай Ричи сделал это в несвойственной для себя в последнее время взрослом таком стиле. Это было круто. И я должен сказать, что по части экшена, если мы сравниваем два фильма про ограбление в этом году: Гнев человеческий и эмбюланс Майкла Б, то по экшену меня гораздо больше впечатлил Гнев Человеческий. Меня гораздо mm -hmm. больше впечатлил Гай Ричи. Yeah. Mm -hmm. Классная еще сцена вспоминается, когда компания Стэтема, то есть криминальная компания, накрывает какую-то там шайку у них в доме. И вот Стэтхэм с пролетом вот этим камер идет по квартире и просто холодно расстреливает всех этих участников. Угу. Это было прикольно. Выглядело так, что он вообще не колеблется. Меня раздражали диалоги в этом фильме, особенно в первую половине. Они были настолько нарочито клишейными для этого жанра боевиков с этими подколками полицейских друг друга. Вот, как mm. бы, ну, типа в полицейском участке надо, как бы, в киношном полицейском участке нужно чумурить новичка и, типа, да, подзадевать. Это, так. такой и трюк. это было так, настолько традиционно, и каждый, каждая строчка вот была вот притянута вот к это. То есть, как будто как будто вот они только должны должны сказать, что ты как-то им поинтересно, но их тут же возвращают в стандартную какую-то русскую, говорит, нет, нет, скажи, пожалуйста, вот так. Ты имеешь в виду, наверное, инкассаторскую службу, да, все-таки, не полицейскую? Ну да, да, что-то Они там в раздевалке, как обычно. В раздевалке проще обязательно появляется парень, который будет затирой и тому подобное. все-таки есть некоторая собвесия для меня, потому что в центре у нас Джейсон Стэтхэм, да. И он играет здесь такого. Ну, ты понимаешь, что этот человек это монолит. Он непрошибаемый, он профи натуральный, он, 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 он супер профи, который сделает свое, дело ты даже в этом не, не сомневаешься. И вот его непрошибаемость вот это и э, как бы в контексте фильма ты понимаешь, насколько ему нет дела до всех этих подколок и всех этих динамик, и насколько он давно уже все это перерос, и насколько они, дети вокруг него, все, вот эти вот все, кто mm -hmm. остальные там есть. В этом для меня был комедийный эффект, что. Он с усталостью на все это реагирует, потому что он, 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 он все это наперед знает. И mm -hmm. в этом плане для меня это работало. Вот эта клешенность, она как бы разбивается, как волна океана об скалу. Так пшш, и и она, все, вот и эта и... клишенность добавляет контраста. Да, потому что. Я вообще хочу сказать, что Джейсон Стэтхэм очень мне понравился в этом фильме. Он давно не играл настолько серьезную роль, причем настолько серьезно выполненная, но не скучная при этом. То есть он он играл таких лицах вот как в перевозчике, да такой вот я профи, я вот. Но здесь все-таки может даже вот эта клешенность юмора, они хорошо контрастировали с ним и добавляли ему какого-то динамики и трехмерности. И вот мне просто понравилось, насколько он весь фильм был вот такой серьезный, но булщит персонаж и просто как выглядит Стэтхэм в этом фильме мне понравился он уже такой в возрасте но он в такой феноменальной форме себя держит что вот его облик в этом фильме меня даже впечатлял мне всегда он... нравился Стэтхэм как как просто герой экшена то у него офигенная харизма для этого жанра да и единственное конечно жаль что у него очень мало да действительно серьезных ролей угу. какой там был Горич бы например в «Револьвере» в том же боевике знаешь также улыбаться как Шварценеггер как вот mm -hmm. было это в «Терминаторе». Да. Ну, в основном, только... да, я вами согласен. Я, в принципе, мне понравился фильм. Единственное, что, конечно, мне и концовка не совсем понравилась, когда все решилось не в результате какого-то финального замеса или что-то подобное, а просто он появляется, как Бэтмен в «Квартире главного злодея» и производит казнь, например, да, то есть так, а -а -а, немного другого ожидал от этого, к сожалению. Но, тем не менее, да, это... Хороший подарок от Гая Ричи, как, э, скажем так, хороший экшен, действительно, триллер. Мне да. вот понравилось у Гая Ричи вот, гнев человеческий больше, чем «Джентльмены». «Джентльмены» мне казалось раз, очень много раз. болтовни, очень много попыток выжить что-то вот... Если «Джентльмены» это было, напоминало, как будто старик хочет стать снова молодым и пытается воссоздать свои первые Карта, фильмы, которые он делал... Да. Да, то здесь я увидел просто... Я не увидел, я не скажу, что это ультра оригинальное кино, потому что, опять же, вдохновение от Майкла Мана и Крейга Залера в том числе, они видны и читаются, но они выполнены очень хорошо, очень уверенно. И действительно, в нехарактерной для Гая Ричи манере. Я не уверен даже, что я понял бы, что это фильм Гая Ричи, если бы я этого не знал. Вот. Ну хорошо, тогда, если у тебя, Егор, все, поэтому фильм я бы мог перейти к своему... Пятому месту. И у меня это документальный фильм <coughs> All oh, Light. у тебя не было документалок, по-моему, никогда, по-моему, еще не раз. Нет, у меня были документалки. Были? У меня Барак, в какой-то степени были. документалка. А, не, у меня были документалки. Окей. Okay. Uh, да, All Light Everywhere. Uh, well, давай немного ускорим подкаст, потому что у меня на четвертом месте. А, замечательно, замечательно. И это хорошо, на самом деле, что мы сейчас вместе о нем будем говорить, да, потому что я его смотрел пару месяцев назад, такое ощущение. Вот. Mm -hmm. И у этого фильма такая очень, ну, непростая тема, как бы она немножко такая нетипичная, она довольно оригинальная. И поэтому, как бы, они... Я сейчас прям точно не Сложно смогу... Сложно о нем говорить, потому, да. что, потому что казалось бы, что можно вытянуть вот из темы? Ой, банального предмета... Допустим, видеорегистратор на теле полицейского. Ну, yeah. Что мы можем вообще, как, какие мы мысли можем вычленить из этого обычного предмета, казалось бы? И ты вот смотришь этот фильм, и ты просто поражаешься, как глубоко, и как оригинально авторы а, мыслят в какой-то же степени философский на всю эту тему, что значит изображение. Как и, оно влияет и, на человека? И, и, и акт, да? смотри, акт того, как мы смотрим на изображение, да. и что мы из него вычленяем в плане смысловой нагрузки, и и, и и и и как правда может искажаться и сказалось бы концептуально объективного понятия, как вот съемка того, что произошло, да? Но что это на самом деле значит такой контент? И кто и кто эти люди, которые делают эти камеры и выкупают эти контракты, точнее, ну да, у них покупают эти контракты на это оборудование, полицейский, полицейский департамент, да? Что за люди там стоят? Что за психи стоят на самом деле за такими, ну, порой психи стоят за такими mm -hmm. изобретениями? Потому что есть вот, вот эти вот э, сцены с этим главой Эксон, вот этого, да, который... Это там... прям робокоп был, честно, это, оригинальный. Потому что он ходит по своему заводу по этой компании он показывает ну как будто бы они снимают фильм такой рекламный о их продукции например uh -huh. и он он тупо он искренне тащится от звука станков ты видишь огонь в его глазах и, и он тебе показывает в такой абсолютно актерской манере такой нарочито чуть не такой рекламный ну, реально как будто пол этот пол Верховен это все снимают в Робокопе то есть как uh -huh. будто пародия какая-то сейчас идет какая-то же но... настоящая реальность да, Тотальная. да, да. То есть, эта компания Axon, она делает как раз-таки вот эти, ну, пистолеты электрические. Тай тайзер, тазер, тайзер они называются, да, которые uh -huh. применяют полиция, чтобы обезоруживать, обездвиживать. Ну, они выстреливают двумя дротиками с тросом, такие потянутые, куда подается напряжение, тебя бьет в конвульсик. Ты. И... и, соответственно, вот эти накамерные, как бы, видеорегистраторы, которые крепятся на тело а, полицейского, которые записывают 30 секунд. И там был замечательный момент в фильме, когда на инструктаже полицейский просто попросил, так тише в зале, включает таймер, 30 секунд мы ждем, и все-таки, блин, да, 30 секунд это ну очень большое на самом деле время, когда uh -huh. просто может за это 30 секунд может произойти все что угодно, и это нужно записать, и запись это отправляется онлайн в специальный сайт, где как раз собираются те улики, и это является основополагающим решением, например для вынесения приговора в суде. И то есть тут как бы фильм немножко так разворачивается и начинает нам с другой перспективы говорить. Хорошо, ну как бы, то есть там там еще фраза такая была, я даже себе выписал. Видишь, то есть как бы глаз человека видит только то, что замечает, а замечает только то, к чему мысленно готов. <связывая> и как бы и как бы и, и, и то есть ты такой немножко начинаешь думать про все это и такой здесь надо задуматься, хорошо, как Видео вот это все запечатленное, оно влияет на наше какое-то решение в вынесении там того же там приговора. Да, присяжи. и возможно порой это решение уже у нас в голове сидит за соответственно тем, что мы хотим mm. увидеть, что мы готовы увидеть. И, и, и по сути вот этот, уже этот концепт объективной правды он не работает, особенно учитывая на то, что ну тот факт, что э, видео это уже искажение реальности, как, каким бы высоким разрешением это ни было. Да, и вот этот 30 секундный формат, как в него может уместиться правда, как в него может уместиться контекст реальный, да? Вот, uh -huh. uh, вот все вот эти вещи этот фильм исследует и исследует. Мне кажется, в uh -huh. очень интересно. Там есть еще сайт-плод про чувака, который uh, изобрел такой дрон, да, который записывает uh, по сути огромную поверхность города. По-моему, весь город. Да, да, в там... городе Балтимор где случилось там убийство чернокожего как убийство, он умер в машине полицейской, пока uh -huh. его везли, он там в полкому, в общем, да что-то похожее с двадцатым годом uh -huh. корреляция такая. Там на понятно дело беспорядки и тому подобное. в принципе проблемный очень город, очень очень много преступлений и тому подобное. И да, этот человек изобрел дрон, который по сути как бы является такой Google Maps, но он постоянно обновляет почти uh -huh. там каждую секунду эти фотографии, и можно тупо следить за людьми за их передвижением, за машиной, и там была просто потрясающая сцена, когда вот он представляет эту технологию жителям этого города, потому что там района, как я понимаю, где он хотел да. как бы запустить такую, ну, не ограниченную версию этой технологии, да. И как бы там начался, естественно, спор само собой разумеющийся, Этически, что как да. потому что как бы, окей, если эта технология нарушает права человека. Чтобы предотвратить преступление, да как нахера тогда. Ну, в чем смысл тогда прав человека вообще? И, в общем, да, этот фильм просто из банальнейшей простой темы начинает тебя действительно раскручивать. И ты я в какой-то момент встал на паузу. Я лез в интернет, гуглил что-то, какие-то моменты, почитать, подробнее про. Помнишь, когда нет этот эффект параллакса, связанный с Венерой и поверхностью Солнца? Когда вот. Значит, там. Как бы диск, это, диск Венеры uh -huh. идет а на поверхность Солнца, это случается очень редко, да, то да, есть да. это можно увидеть, и там как бы вот они не могли никак запечатлеть конкретное соприкосновение с поверхностью диска Солнца из-за этого вот такого как бы эффекта капли. Наложения такого, да. Да-да-да, я полез про это читать, про это читать, и это все выходит в просто наше тотальное как бы стремление к этому контенту. А мы сами, в принципе, про себя все выкладываем в интернете, сами себя записываем, эти все изображения все выкладываем, и все везде практически просматривается, и это вся одна большая бигдата. Мне mm -hmm. очень нравятся все подобные темы. Мне, кстати, этот фильм даже напомнил что-то... Что-то что от Адама Кертиса в этом моменте было. Когда uh -huh. он тебе показывает какой-то футаж, здесь, здесь только вместо мужского уже голоса был женский, очень умиротворенный, говорящий uh -huh. такие вещи. Немного жутко становилось, на самом да, деле. Да, да, я думаю, это абсолютно умышленно было, кстати, да. Да, да, поэтому это офигенная документальная работа. Я буквально Соню ее посмотрел. Это прям вау. Я остался под большим впечатлением от нее. Интересно, что вы вот, вот про эту говорите документалку. Я косвенно связан с этим. <laughs> потому что я фанат двух каналов на Ютубе. А? Ты следишь за людьми? Следишь за людьми. В каком смысле подглядываю? Я обожаю mm -hmm. смотреть на Ютьюбе работу полиции американской. И у меня есть два канала, на которые подписаны. Это Propolis, по-моему. Да, и там еще. же видео с этих вот видеорегистраторов. Да. И там вот есть рубрика, которую я чаще всего смотрю, это применение оружия. И там, ну, повсеместно, используется вот этот Action Body. То есть, видимо, от этой фирмы, камеры, ну и не только mm -hmm. от этой. То есть, там департаменты свои собственные какие-то покупают, как, как решают. И это офигенно, я обожаю это смотреть, потому что при. И показывают, как они разбирают на этом видео все. Вот, у человека пистолет там на стоп-кадре, это можно доказать, что он тянулся там за пистолетом, что вот он его выбросил uh -huh. и так далее. То есть это много улик, uh -huh. потому что в Америке очень жесткая вот эта система, yeah. они полицейским не доверяют, и полицейскому нужно кучу доказательств и аргументов привести, чтобы защитить себя. Uh -huh. ну, крутое, крутое, это мне нравится. Я потом посмотрю эту документалку, кстати. Да, yeah, обязательно глянь. Да, она, она просто, я и тебя, я думаю, возможно, Егор заставит задуматься о том, что ну, какие есть подводные, так скажем, mm -hmm. у всей этой uh -huh. так называемой правды. Там а. еще был, вспомнил вывод такой очень хороший. Вот это, кстати, этот, я не знаю, кто-то президент компании или кто нам представлял всю эту продукцию. Он... Я так думаю, это самый главный был, да. Он говорил: человек при виде камеры уже ведет себя по-другому. Mm -hmm. И при mm -hmm. виде этого самого Тазера оно уже меняет поведение человека. Mm -hmm. Вот, это тоже интересная мысль. Окей, okay. а у меня на четвертом месте мультфильм "Энканто". "Энканто" mm -hmm. это про такой исп... латиноамериканский мультфильм про дом, в котором живет семья, и эта семья обладает магическими такими способностями. У каждого члена семьи семья большая, там есть определенный дар, например, кто-то умеет хорошо слышать, очень у одной сестры там суперсила, как у какого-нибудь Абеликса. Одна там вся красотка, цветы, цветы из нее растут. Там другой перевоплощается. Есть там мистический брат, который предвидит будущее Бруно, его зовут. И вот он что-то там нагадал, его изгнали из семьи, потому что не нравились, видите ли, его предсказания. А вот у главной героини, как бы нет способностей. Она никак не может определить, какие у нее способности, потому что там определенный обряд был при достижении какого-то возраста в детстве. И вот там определенная такая магическая дверь не показалась, что у нее есть способности. Вот. И, конечно же, она обладает на самом-то деле решающим значением. Это девушка, главная героиня. Она спасет эту семью. Вот. Но мне порадовало, что этот фильм не просто какая-то... Набор сюжета, такого набор зарисовочек, как обычно делают мультфильмы, чтобы что-то показать веселье и фан. Тут много психологизма можно прочесть, в частности, вот что дом это либо психика какого-то одного человека, либо, возможно, что это как раз. Ну, скорее, я, я видел в этом именно персону, какую-то одну персону дом, один дом, и в нем живет несколько сторон личности. Вот, как в инсайд? Мультфильм. Mm. Или как он назывался? Mm. Так, не а, inside, а, а inside головоломка. головоломка, да. Mm. да что это потом там только эмоции, а тут именно стороны личности, потому uh -huh. что потом там в середине где-то ближе к концу дом начинает трескаться, разрушаться, что ну это а, все обернуто в... уже в метафору нежели как бы прямо так назвать, да, То есть да, это, это уже субтекст так это, сказать, между подтекст. между строк ты вот можешь это прочесть, если uh -huh. будешь всматриваться это в больше чем в мультфильм, uh -huh. да, в этом различ... различается, потому что дом трескается, трескается, это же Pixar Личность. тоже, да, Encanto или нет? Disney. А, ah, окей. Okay. Disney. Да, и он такой богатый на цвета. Это очень цветастый мультфильм. Он красиво выглядит, там много самих цветов, как растений, цветов, очень много зелени, потому что это такая южная какая-то страна. Он такой яркий и не раздражающий яркий, как какой-нибудь другой там мультфильм, где фантастика какая-то. Здесь люди, здесь нет магических существ, но очень красиво смотреть, колоритно. Также могу сказать большое спасибо нашему русскому дубляжу. И я как-то прям был очень доволен тем, как они исполнили песни, ведь это мультфильм с мюзикл, и здесь присутствует очень много песен. Очень классно. Наши ребята справились с этим и пели потрясающе. Я был удивлен, что Регина Тодоренко она еще и поет. Они не только там была блогером Орел и решка, но еще и, оказывается, поет и в дубляже участвует. Она, вот, главную героиню, получается, озвучивала и пела сама же и справилась потрясающе. Это было классно. Я не люблю, когда ну, точнее, как, это можно, ну, окей, типа когда мультфильм весь приведен на русский, а потом песни раз таки и на английском на оригинале поются. Только там субтитры. Ну ладно, там, может быть, трудно было переводить. А здесь все перевели, все песни. И они ну, звучали офигенно. Их можно было слушать, и это было приятно. Я потом даже переслушивал. Потом эти все саундтреки и песни. Так что такое у меня вот четвертое место. Это лучший, кстати, анимационный фильм по Оскару 2022 года, считается. Mm -hmm. Ну, да. Он заслуженно, вполне заслуженно. Не раздражает, в нем мало какого-то пошлого юмора. Скорее, тут и для взрослого, и для ребенка найдется, ну, зачем провести времени. Тут же есть вот героиня, которая суперсильная. Она все поднимает, и тут у нее случается какой-то дисконнект, она начинает чувствовать свою слабость. И поэтому поет про эту песню, что я не могу на себе там тянуть ношу всей семьи, и ты читаешь не только про то, что она таскает весь груз, а то, что она еще и вот на себе вывозит эмоциональную сторону пребывания в этой семье, это прикольно очень смотреть под таким углом этот мультфильм. Так, четвертое место, «Энканто» от Диснея. Отлично, у нас была и документалка, и сейчас еще и мультфильм в топах, вот это хороший набор. Uh, на, пят... да, на четвертом месте у меня фильм «Силен Яма» «Аппетит uh, маман» или «Маленькая мама». Uh, это фильм... После ее, получается, шедевра, можно сказать, 19 -го года uh, «Портрет девушки в огне». И фильм маленький, 72 минуты. Я помню, когда я в первый раз увидел открытый, подумал, М -м, что это за такая промежуточная какая-то работа у нее. Uh, такая так вот уже у нас мозги натренированы, понимаете, что если меньше, чем полтора часа, мы уже как будто, во всяком случае, я как будто уже ну, несерьезно отношусь к тому, что меня ждет. Посмотрел я его в кругу семьи, этот фильм. И просто с таким легким, приятным чувством я вошел в эти финальные титры этого фильма. Я просто понял, черт, я офигенно провел за ним время. Это такой умиляющий, легкий живой воздушный фильм я только что посмотрел и так здорово Селин Май использовал в данном случае двух сестер близнецов для такой истории девочки то есть тут в центре такой как бы sci-fi концепт перемещение во времени но настолько как бы не ярко выраженный а настолько он Просто как вот идея, и ему не уделяется никакого внимания в плане того, чтобы объяснить, почему это возможно. Но в центре сюжета получается девочка, которая просто забредает в лес, где они с папой разбирают дом их бабушки, по-моему, да, умершей, все вещи оттуда вывозят. И в этом доме, соответственно, жила когда-то ее мама, которая уже взрослая женщина. Вот. И она, по сути, ходит по всем этим комнатам, где когда-то также в ее возрасте ходила ее мама смотрит, и, и, и с тех пор там ничего особо и не изменилось. Вот такой, такой вот маленький домик в каком-то таком лесу французском находит там, ну и, соответственно, ей, конечно же, скучно, потому что что может быть в таком сценарии вообще веселого, да? То есть твоя любимая бабушка умерла, и для матери твоей это тоже грустно, потому что она тоже должна будет расстаться с этим домом навсегда, а там куча ее воспоминаний живет в этом доме, вот. И мать уезжает на какое-то время куда-то, а они с отцом остаются всем этим заниматься и живут там какое-то время, вот, чтобы все эти дела завершить, в общем. И она забредает в лес, просто играет, там делает себе шалаш, строит, и она встречает там другую девочку, которая очень-очень-очень на нее похожа, прямо как близнец, по сути. Вот, и они начинают играть вместе. И, собственно говоря, у нас тут такая идея такого временного лупа происходит, который по сути как бы и э, работает в том плане, что э, впоследствии мы как бы понимаем, что мать нашей главной героини, она отдаленно что-то такое припоминает, что с ней что-то подобное случалось. Мы это понимаем ближе к концу фильма. И мне просто понравилась эта идея, она мне дико понравилась, она очень интересна и без слов абсолютно. Э, исследует такую идею, как наши воспоминания о том, как порой они кажутся нам с нами. И, и была какая-то в этой тихой в этой тихой атмосфере, вот в этой маленькой истории какая-то магическая, магическая энергия для меня, когда я это смотрел. Очень-очень такая приятная, сдержанная режиссура, приятный саундтрек в фильме, здоровская тихая атмосфера. И просто то, как Селин Сяма запечатляет такие вещи, как свет, падающий, пробивающийся через деревья и падающий на определенное, на определенное например, место стены да, в доме. И возвращаясь к своему детству, например, я тоже могу какие-то такие маленькие детали подмечать, которые, по идее, с рациональной точки зрения мой мозг не должен был запомнить, потому что это просто очень такие неважные мелочи, так скажем. Но... В том, как вот она уделила внимание при съемках фильма вот таким деталям, и за ними ощущается такая вот, ну, скажем так, умышленная, умышленная режиссура, как вот этот просто лучик солнца вечернего, который падает на вот этот обой. Я просто увидел в этом какую-то правду детства, воспоминаний о детстве. Я, конечно, понимаю, что то, что я сейчас описываю, это немножко абстрактно звучит, но когда ты это смотришь, ты это чувствуешь, ты чувствуешь, что это там специально было сделано. И вот то, как она унимает, уделяет внимание не только героям, не только людям в кадре, но и окружению, тому как... Маленькая эта девочка взаимодействует с окружением, как она трогает поверхность. И я вспоминал, на самом деле, свое детство. Потому что в детстве мы более тактильны. Мы все трогаем, мы все нюхаем, пытаемся пробовать на вкус Блин, то, что можно пробовать на такая вкус. Такая правда. Да. И, и, и вот она это запечатлела, и это было очень здорово. Возможно, даже это было отражено в саунд-дизайне фильма. Потому что я его тоже смотрел уже давно, этот фильм очень давно, но э, вот, вот, вот такие вот эти вот маленькие детали для меня полностью оживили этот фильм, и просто очень трогательная история девочки, которая ведет дружбу э, со своей матерью, которая как бы из прошлого, да, то есть, и что это значит вообще, потому что эта тема же, она как бы негласно и невидимо простирается дальше к той самой бабушке, которая умерла, и чей дом сейчас разбирают, и вот эта взаимосвязь поколений, взаимосвязь вот этого вот рода их, которая вот так вот была запечатлена мило, магически, с такой щепоточкой sci -fi. для меня чем-то напоминало даже Хаяо Миядзаки и мой сосед Тора, например, такие вещи, или унесены призраками даже, только там, конечно, он более ярко выраженный и грандиозный, но у Миядзаки, что еще и хорошо, он всегда в своих фильмах находит место для маленьких повседневных деталей. Вот, несмотря на то, что он тебе может рисовать драконов или огромные самолеты, он всегда находит место для такого элемента, который свяжет с такой mm -hmm. твоей бытовухой. Ну даже если ты... он рисует дракона, который летит в небе, то небо он рисует такое, какое ты видел в детстве. Да, то есть он mm -hmm. оставляет для тебя крючочек, за который ты можешь зацепиться, как человек с ограниченным опытом, потому что ты не живешь в фантазии, да, ты живешь в обычной жизни, которая может быть магической и красивой и все такое, и в ней могут быть важные и неважные моменты, о которых я говорил, которые ты вспоминаешь из детства. А, и вот Силенсиама здесь это делает больше с уклоном вот в эти моменты, вот в эти жизненные бы, бы, бытовые моменты, но при этом она и картинка такой цвет имеет, и такой и немножко такой магический тон, такой маленький такой налетик. И в этом я вижу тончайшую режиссуру Силенсиамы. Это вот действительно, это действительно женщина-автор. Она вот действительно знает, что она делает это потенциально великий режиссер. Я буду следить за ее карьеры. И «Петит Маман» для меня было просто чу чудеснейшим просмотром. Вот и мое четвертое место. Говоря Канцы. об изображении, мне очень понравилось, как просто выглядит ее фильм. Ну, даже фильмы, если говоря о портрете девушки в огне. У нее картинка, она такая вот, ну, понятно, цифровая камера, но вот она очень чистенькая, и цвета очень такие немножко не то, что... Ну, возможно, да, пастельных оттенков. Очень приятное изображение То есть оно как-то не стремится использовать изображение как какой-то, не знаю... Ну, одно из средств, то ли, какого-то повествования, да, как будто бы. Ну, то есть оно, оно вот такое, как будто должно быть чистое, не то чтобы пресное. А, не выпячивающаяся какими-то как, не знаю, контрастами такое, цветов оно и подобное. бархатная как будто, да. Да, как будто... очень спокойная, и при этом она всегда работает у нее. Uh -huh. Это мне прям очень понравилось изображение. Но, к сожалению, сам фильм как-то вот что-то вот не срослось. У меня с ним понимаешь. То есть я посмотрел, я посмотрел идею. Идея, идея действительно замечательная, когда девочка, по сути, возвращается, как будто бы в прошлое своей матери, ну, условно говоря. Да, так и есть. Да, это замечательно, но, к сожалению, как-то мне с ним не получилось срастись, не заработало. Третье место фильм «Камон, камон» Майкла Милса. Мне очень нравится, что на русском он точно так же называется «Камон, камон». Забавно, приходишь, билет на кассу, «Камон, камон», мне два билета на «Камон, камон». Это где Хакин Феникс сыграл? Да, да, mm -hmm. Хоакин Феникс, черно-белая драма а, взаимоотношений Хоакина Феникса, и то бишь, а, по сути, как сказать, дяди и племянника, который играл Вуди Норман, мальчишка, очень талантливый. Надеюсь, что у него будет все в будущем, все очень хорошо. <laughs> С актерской карьерой он, конечно будет ее заниматься тому подобное. А фильм рассказывает о том, как вот такой, как сказать, ну, скорее, журналист, да, Хоакин Феникс, персонаж его, а, работает на проекте, где собирает аудио, такие дневники, ну, не аудиосообщения от детей по всей Америке, делают какой-то какой проект для радиопередачи, и он постоянно ездит с таким огромным звукозаписывающим таким рюкзачком и большим микрофоном, и все время записывает звуки. А, и сестра его попросила посмотреть за маленьким мальчиком, пока все отличается по делам. И вот этот фильм начинает как бы... Ох, я забыл, как этот фильм назывался. Ну, в общем, это просто про взаимоотношения, по сути, как бы, условно говоря, отца и сына, но в данном случае у нас есть как бы дядя и его племянник. И фильм очень красиво говорит о всех вот этих вещах, об отцовстве, о том, как, как очень легко ранить человека, который как бы живет рядом с тобой, о том, как не хватает порой отцовства, и как это очень сильно влияет на людей. Потому что у отец у этого маленького мальчика, он в какой-то момент стал просто ну, сходить с ума чуть-чуть. То есть у него начались проблемы каких-то психического плана. Это, конечно, очень и, сильно. И у сына есть тоже, по, видимо, по наследству некоторые проблемы тоже психического да, да. характера. Потому что он достаточно такой уникальный ребенок. Он любит, во-первых, слушать оперу, если не ошибаюсь, какую-то классическую музыку, что в его возрасте, это, конечно, очень удивительно. Ну, конечно, это не характеризация его как сумасшедшего, не подумайте. Было странно. Я просто, да, так ловко перешел. Но вообще, да, то есть какие-то моменты он начинает очень сильно как-то реагировать очень, не то чтобы истерически, но как-то близко к тому, очень бурно в момент. И, конечно, Хоакину Феникса, у которого его персонаж тоже огромное количество проблем в прошлом, трагедии и тому подобное и очень сложно с ним взаимодействовать. А, и это вот такой фильм Ну как сказать что, почти как роуд-муви, считаешь, что ли? Знаешь, когда вот в классическом понимании роуд муви, когда герои сначала в начальной точке путешествия, вроде бы не сильно, как бы друг другу. А, как это так? не признательные, Приятно. а симпатичные и тому подобное. А уже а -а -а. в конечной точке Б они как бы воссоединяются понимают друг друга. Что-то подобное в этом фильме тоже есть, потому что, ну, тем более, вот есть небольшое путешествие из Лос-Анджелеса, из дома мальчика в Нью-Йорк по работе, собственно, Хоакина Феникса. Ну, это очень теплое, очень приятное кино. Черно-белая картинка еще, между прочим, это тоже замечательно, я люблю это. И это, наверное, ну, наверное, самый такой... Трогающий фильм то в плане того, что который меня растрогал, я действительно проронил слезу в финале, сидя в кинотеатре. Говоря о кинотеатре, да, я смотрел этот фильм в дубляже, к сожалению, пока не нашел время пересмотреть его в оригинале, а это нужно обязательно сделать, потому что, ну, извините, это как бы городговорное кино с очень такими тонкими материями эмоциональными, которые, конечно же, лучше всего улавливать и усваивать в оригинале, а, тем более что Хоакин Феникс здесь просто потрясающий, это, наверное, из лучших ролей за долгое время лично для меня, а, хотя казалось бы так с первого может не показаться, но вот это вот его персонаж, играя персонажа уставшего немножко от жизни у него, у чувствует свою усталость. Ты чувствуешь, что у него уже возраст подходит к такой точке, когда тебе здоровье начинает напоминать там, о проблемах, тому подобное, тому подобное, какие-то разочарования в жизни, что-то у тебя все не получилось, как там кризис такой постсреднего возраста, когда ты уже почти смирился с этим. Напоминает мне этот фильм «Она», где Хелокин Феникс тоже выглядит довольно таким уставшим. Ну, кстати, да, что-то 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 вообще есть поэтому да я я получил огромное удовольствие смотря его в кинотеатре на большом экране это был я абсолютно не ожидал что его будут у нас вообще прокатывать и при том что его прокатывали даже в моем любимом кинотеатре с очень хорошим экраном я вдвойне получил удовольствие просто расплатавшись на кресле и поплакав немного в конце поэтому Майкл Милс я обязательно буду смотреть это первый фильм когда я его не смотрел. Я знаю, что у него есть еще как минимум как-то город... А, а, «Женщина 20, 20, 20 века», по-моему, называется? Да, Грета это Герминг. великолепный фильм. Тоже я буду обязательно смотреть, потому что этот человек умеет вот как-то передать какое-то тонкое взаимоотношение между людьми. И это было... Еще мне очень нравилось взаимо... как бы взаимоотношение тем вот с аудиозаписями, которые мы уставили друг друга, как аудиосообщениями, потому что ну здесь так или иначе за кадром так и за кадром с одной историей Хоакин Феникс берет интервью у детей, и их, их какие-то реакции на мировые какие-то события, либо просто на явление обычное, что, что такое жизнь, в чем смысл жизни. Это тоже было интересно. То есть какой-то даже такой документальный, документальная материя была в этом фильме. Поэтому, да, третье место. Я был просто в восторге, как бы сказать, больше особо-то и нечего. Это нужно смотреть. Да, у меня этот фильм на десятом месте, в моей десятке, получается, и mm -hmm. я действительно тоже получил. У меня, знаешь, у меня как с ним было, я то есть смотрел его, во-первых, Майк Милл, все, я уже сразу респект, потому что Twenty Century View у меня, по-моему, на первом или на втором месте в 2016 году был фильм, вот, и я такой, окей, это будет уже круто, я знал, и он красиво снят в плане черно-белой кинематографии, все это mm -hmm. действительно круто. Вот. Не уверен, тематически как-то это подкреплено или нет, но визуально класс. И и в какой-то момент я как будто бы немножко меня не, немножко начал где-то он раздражать этот фильм, и я такой, я уже начал такой, «А, да, это что-то не так хорошо, как я думал. А потом в какой-то момент, может у меня также как вот в этой, по логике роуд Movie, да, где я не притирался. Uh -huh. Этим mm -hmm. людям, но к концу пути я к ним притерся жестко достаточно. Это знаешь, сравнить можно с God of War, где Атрей в какой-то момент начал просто жутко бесить тебя, как игрока, uh -huh. просто раздражать дико Но в конце ты такая, какая же все Мой пиздюк, история. да. Да, вот здесь у меня также было, и в конце я получил большое удовольствие, конечно, от этого фильма. И вот это моя была вот одна из моих. Одна из десяти девяток, которые я поставил, а, Майк Милс не подвел. Здорово. Опять будем ждать его следующий фильм. Черт побери! С mm -hmm. 2016 года, да, считай, 6 лет прошло. Он фильм только сделал, да. И, и надеюсь, нам еще не придется еще 6 лет ждать. Хотя бы 3. Ну, oh, да. да. Ну, ну лучше, Игорь В таких тво... случаях лучше бывает и подождать, чем получать каждый год по какому-то так себе фильму. Ну, никто не ну, говорит, что каждый лет год ждать-то иметь эту совесть, ну сколько это можно, Ну, 6 лет За <laughs> 6 <laughs> лет я уже. Окей. Okay. Мое третье место это восьмерка 8 из 10 кода ребенок глухих родителей. Когда мы писали подкаст про находки 2021 года, я хотел сначала поставить этот фильм потому что была реально крутая находка для меня, но так как я посмотрел его в 21 то не стал, заменил. Ну тут наконец-то я про него могу сказать. Это потрясающий фильм для меня. Во-первых, это так режиссер женщина Шан Хайдер, и это не оригинальный фильм, не оригинальный сценарий, потому что есть еще и французский фильм. Возможно, это и первый источник, может быть, это даже и книга. Ну, в общем, так что это американский ремейк, Франция, Канада, США. Про семью, которая занимается рыболовством. Это семья глухая. Там отец, сын и мать глухие, но у них есть еще и дочь. И она такие слышит. Вот. Но она не просто слышит, она еще и поет. И у нее есть это желание большое петь. Проявляться вот так, таким способом. А родители здесь говорят, что нет, мы занимаемся вот рыболовным бизнесом, давай-ка ты нам помогай. Мы как без тебя, ты единственный переводчик у нас на всех вот этих социальных местах, где нужно взаимодействовать с остальным миром. Да, мы там, когда в море, мы сами по себе, мы просто работаем, ничего не слышим, но они переговариваются со своим языком жестов. Но твоя дочка для них очень важна. А она рвется вот в творчество, начинает тайком посещать репетитора по пению, встречается параллельно с мальчиком, начинает с ним дружить, возникают какие неловкие конфликты, когда она он знакомит его с родителями. Но тем не менее, там, в итоге она добивается своего и родители прислушиваются к ней, что удивительно, да? Как бы такая метафора читается очень легко, но она здесь довольно красива, потому что родители не слышат свою дочь, они вообще не слышат ничего. Такие вот драмы про то, как родители не слышат своего ребенка и пытаются навязать свои постулаты жизни, свои модели поведения, учат постоянно ребенка, хотя девочки-то уже, по-моему, 16, даже уже 18 доходит. То есть ей пора выбрать свой собственный путь не обязательно быть прикованным к родителям, не обязательно заниматься этой рыбой. Она очень хорошо поет. Вот, по-моему, здесь актеры, игравшие глухих родителей, действительно глухие. И мне понравилось, что здесь выглядит все очень правдоподобно, честно, так по-простому, и с таким юмором, который не похож на э, такие подобные фильмы голливудские, когда вот есть какая-то там драма, и потом в конце. Все разрешается. А разрешается здесь довольно э, клишейно, кстати, по голливудским канонам. А тут в конце есть такой момент, когда ей предстоит девочке выступить на сцене <сёк> перед там толпой, и на этой же, в этом же зале присутствуют ее родители. Вот этот момент признания я увидел в миллиарде фильмов, и именно голливудских, потому что, видимо, какой-то есть э, такой архетип, не знаю, или что, это какая-то проблема многих подростков американских. Вот этот страх выступления, эти концерты все частенько были видны в кино. Ну, здесь тоже мы видим это. Она выступает и так, таким образом реализуется. Она становится, такое становление происходит, инициация. Она показывает свою силу, что у нее есть голос, даже несмотря на то, что родители не слышат ее голос. Но будучи в зале, среди многих людей, когда родители видят, как как аплодирует зал, это их дочери, они понимают, что да, люди признают ее талант, и они отпускают ее. И она не только переходит в свое другое так сказать, профессиональное занятие, но и покидает город, кидает родительский дом и вот уезжает. Хорошая драма с комедийными вставками, которые не раздражают и приятными песнями. Вот. И она не выглядит как что-то типично голливудское. Не раздражает. Она выглядит как довольно авторский такой фильм. Поэтому классный фильм, классный фильм. Три Оскара в этом году получил за лучший Я фильм. Я понимаю, это вставом. за лучший фильм, да, она взяла? Лучший фильм, да. Осталось Кстати. только посмотреть французский теперь первый источник. А, то есть это еще ремейк, типа? Да, да, это ремейк. Прикольно. Забавно, вот ты сейчас вот упомянул тему о том, что вот родители удерживают своего ребенка, да, от каких-то там естественных его порывов и тому подобное. В этом году это какой-то, я не знаю, тренд или тенденция. Вот смотри, Кира Коваленко сняла «Ржима кулаки». Там такая же тема. Отец удерживает свою дочь, не дает ей. Потом я посмотрел, в той же конкурсе был фильм Мурина. По-моему, вот аргентинский режиссер, режиссер, да, а, там та же тема, где отец не дает, как бы, раскрыться своей дочери, держит ее постоянно, uh -huh. да, как бы, своей жесткостью. И в этом фильме уже третий, насчет такая же тема. это очень забавно. Ну, я так ну, подозреваю, что это такой, как бы, как, как он называется, feel-good movie, типа, такой да. оскарный вариант. Пожалуй, да. Тут, в принципе, оно, оно и не выглядит, знаешь, как что-то надломленное, как что-то страд... многострадальное и выстрадальное, а довольно легко и воодушевляюще. Mm. Оставляет после себя такой приятный след, что да, все разрешилось хорошо, и это не такой какой-то хэппи-энд, которым ты не очень доволен, а это хэппи-энд, которым ты доволен. Я пытался смотреть коду, угу. меня не хватило надолго. Я довольно быстро начал раздражаться тем, как он написан, как он актерский, актерская игра мне не понравилась решительным образом в этом фильме. Она показалась на уровне каких-нибудь дешманских Тв-сериалов, честно говоря, американских. Тишманских. Да. И да, я не смог много смотреть. Меня шокирует, что это победило на Оскаре. С другой стороны, а меня нет. С другой стороны, не шокирует. Ну, как бы не в укол тебе, Егор, я просто высказываю, как вот я, какие Оскар такая штука, там да, там сомнительная, спорная Оскар. Я думаю, по политическим причинам победила этот. Там не по эстетическим. Определенно точно. Я как бы не говорю в это, большой плюс, а что, да, это лоска, в большой что Политический контекст. В том, что в центре идея инвалидства по слуху, а, пожалуйста, то есть, уже, то есть, уже это будет как. Ой, какой хороший прогрессивный Оскар! Смотрите, как они вот фильмы про инвалидов. Mm -hmm. Это испокон веков. С инвалиды, инвалиды» да, про это даже шутили в, в солдаты неудачи, по-моему, когда он говорил ему «Играй дебила, но не дебила-дебила», или что-то в этом роде, типа не, не, иди full, «Never go full retard». Он ну, ему да. там ну, говорил. Вот, а мне, вот, а мне показалось, что здесь именно давят, знаешь, на это, что вот mm -hmm. у нас инвалиды, пожалуйста, нам поставьте пятерку. Надо понимаю, раньше. это как это, «Зеленая книга», да? по настроению, по ощущениям. А, ну, там тоже, да, тема расовости. Не, я вообще как бы ощущения от фильма вот такие вот. Типа. Возможно, да, можно сравнить, наверное, да. Mm. Ну тут скорее видишь переживания то идут за дочь, которая абсолютно нормальная. И тут больше тема, что вот. Не, я, я, вызывается... я просто про общее впечатление фильма, как, как, какие эмоции он тебе приносит, какой у него финал, какой, вот, какие как бы как как ну, конфликты наверное, в, закручиваются. В ходе потом... больше положительных каких-то эмоций испытываешь. Чем mm -hmm. в зеленой книге. Mm -hmm. В зеленой книге бывает испытываешь, знаешь, блин, такую, ну, как бы, злость от несправедливости. В коде как-то меньше этого ощущается. Mm -hmm. Что, типа, вот, они глухи. да нет, там с ними нормально, они, они их знают, там в их сообществе рыба, рыбацком, и в mm -hmm. mm -hmm. в баре есть нормально, и ничто не, не мешает их общению, потому что они могут и общаться. Какими-то условными общими жестами. И ничего такого, как бы. Единственное, что-то там было, когда их преследовали на лодке Береговая охрана, и они не слышали Гудков, береговой охраны. Ну, ничего там такого нет. Окей. 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 Тогда мое третье место. И мое третье место это итальянский фильм Экиара. Он называется Экиара! И me, Mario. Mm -hmm. да. а, Или Эчиара. Я вот я точно не помню, как я это назвали. Чиара или Киара. По-моему, Киара. Это девушки имя, которая красуется у нас на постере. И, по сути, посмотрел я этот фильм из-за постера. То есть я увидел этот постер, и мне понравилось выражение лица. И само лицо этой главной героини. И что-то было в ее взгляде. Что-то было, что мне говорил. Я смотрел эти глаза на постере, и что-то мне говорил, это будет хороший фильм «Арджей». И я его включил, я его посмотрел. Это было замечательно. Это мое третье место, черт побери. А, и что примечательно. То есть сначала я вам расскажу немножко про историю, да? о чем этот фильм. Этот фильм, он, он снят в таком стиле, я буду, не буду называть это псевдодокументально, но если вы смотрели Сын Саула или что-то в этом роде, вот, где камера очень близко к герою находится, это может даже напоминать тесноту контимера Балаго, если вы смотрели, где вот камера mm -hmm. в размашку, так ручная камера ходит за главным героем постоянно. Когда камера очень близко к телу, это называется нательная камера. Ну да, Посылка. это не GoPro, не, 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 не GoPro да, и не Axon Bodycam, а это вот ä, просто такой интимный такой вот, mm -hmm. э, близко в пространство входящий, в пространство героя э, стиль фильмейкинга, где он такой даже может оказаться каким-то почти документальным, где вот… Э, почти, почти ну, ну, наверное фактически каждый кадр здесь был на ручную камеру снят и с этим стилем очень очень сложно оперировать и работать чтобы он выглядел уверенно и, и имел смысл всегда и везде и что кажется мне мне кажется этот фильм сделал Филигран это то что он сумел с этой ручной камерой с такой близкой перспективы сделать очень много интересного тематически подтекста вот и вот он за нашей этой Киарой наблюдает это молодая девочка 15 лет, которая, собственно говоря, встреча, ну, сталкивается со всеми теми непонятностями и проблемами и сложностями, которыми каждая девочка, подросток или просто подросток встречается. Она чувствует себя более взрослой, другие на нее так, немножко типа это, ты еще ребенок, все такое, но не в этом суть этого фильма, здесь интересная завязка в том, что поначалу мы видим, это вообще начало этого фильма мне немножко даже напоминало какой-нибудь «Охотник на оленей», где у нас есть просто вот такая вот большая какая-то сцена с вот этим вот свадьбы, помните, в «Охотнике на оленей», который там долго идет, что-то такое у нас здесь есть только с днем рождения ее более старшей сестры сестры Киары. И все семейство собирается, много друзей, нам ничего не объясняется о том, кто эти люди, чем они занимаются. Мы просто видим семейство, которое празднует итальянцев. Но мы постепенно начинаем понимать и догадываться, потому как нам и что нам показывают, что ее отец это добродушный скромный мужик. Он на самом деле один из местных криминальных авторитетов. Вот. И он на самом деле как такой тони сопрано итальянский в общем-то. Вот. А потом ее отец исчезает. И никто ей не объясняет, куда он исчез. И вообще все это время она даже и не подозревала, что он влиятельный наркоторговец. Вот. И через ее путь в поисках своего отца мы, собственно говоря, и узнаем определенные детали об ее отце. И это такая, как вот, немалая часть фильма ⁇ это поиск отца и поиск правды а что же мы за семья, а что на самом деле значит моя семья, а, что, а кто еще в моей семье что-то знал, чего мне не договаривают, потому что я здесь самая младшая. Um... И мы э, фильм порой заходит в такую вот э, стилистическую плоскость, где э, мы не уверены, это сон главной героини, да, сон, порабощ, порожденный ее какими-то тревогами и неуверенностями, или это реальность. Такие моменты здесь есть. Но это не такая, какая-то жестокая игра со зрителем, где э, ты, ты реально должен париться по этому поводу. Ты, в принципе, по, а после ты осознаешь, что это был сон. Э, но это как бы твоя, твоя дверь в подсознание главной героини. И очень здорово это, эти сегменты выполнены. Я бы сказал, один, одни из лучших сегментов того, как вот я, например, во снах ощущаю свою тревогу по каким-то вещам, которые меня заботят. Вот как это себя манифестирует, в каких образах. Это было похоже как... Ну, то есть, мне кажется, режиссер прямо черпал возможность своих снов, какие-то такие вещи, и, и визуализировал их в этом фильме. И по сути, да, вот у нас есть вот это вот. Э, и, и вот сквозь вот это происшествие в поисках отца мы как бы видим ее собственные какие-то сходства с ее отцом. И как вот, по сути, ее идентичность, которую она о себе знает, она меняется, потому что она начинает думать, ага, если мой отец преступник, то... Это как бы тоже все не проговаривается, но это хорошо закодировано в визуальный язык фильма, что как будто она начинает немножко себя переосмыслять, какие-то свои тенденции. И мы начинаем в ней по-новому видеть какие-то ее тенденции в контексте того, что ее отец имеет свои тенденции, то бишь криминальные. И это просто такое очень интересное изучение такого персонажа, портрет его, снятый Здоровски, девушка в центре Ратолло ее зовут. Очень мне понравилась эта актриса, как она играет, ее лицо, опять же. Просто вот на нее интересно смотреть. И что еще примечательно в этом фильме, Здоровская деталь, у них вот в этом фильме большое семейство, три дочери, мать и отец, да. Вот эта семья. И все они действительно семья, все эти актеры. И, по-моему, они нигде до этого не играли, как я понял. То есть режиссер взял какую-то семью, которую он знал, и просто с ними снял фильм. Они, по-моему, даже не актеры там. Так как в Up было, да? В Ну, что-то в этом роде, так там такой полудокументальный, да, фильм. Ну, то, что семья реальная, но они не актеры. Ну да, да, да. И здесь они в фикционном фильме офигенно, вся семья офигенно сыграла. Просто замечательная работа с актерами. И что одно большое преимущество этого, это когда в фильме показываются фотографии семейные, это не какие-то, как всегда, даже в высокобюджетных фильмах отстойные фотошопы, которые ты смотришь, да? Они почему-то всегда почти отстойные, где там приделывают, да, более молодую версию какого-нибудь да, к реальной фотографии какого-то из актеров. И это всегда смотрится странно, и ты понимаешь это. Здесь ты действительно... То есть я, я ведь этого всего не знал, контекста того, что... Потому что вначале они говорили там, да, вот эти куча актеров с одной и той же фамилией Ротола, но я как-то об этом не подумал. И я смотрю фильм, и я смотрю эти фотографии, которые мне показывают, и я смотрю на этих двух сестер, что они реально похожие, и я такой смотрю на эти фотографии, которые там сидят я такой думаю: Вау, они очень круто, это... что-то они слишком круто это сделали. Они <свят> это реально выглядят, как эти дети, которые выросли в этих вот людей, на которых я смотрю. И, и потом, когда уже финальные титры, я смотрю: Ратола, 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 Ратол. Я такой: Оу, черт, они ре... это реально семья! Которая в центре этого сюжета – это реально семья. Я не буду раскрывать, конечно, третий акт. Я хочу, чтобы все посмотрели, кто может, этот фильм «Экиара». Uh, но он он здоровски кончается. Мне нравится его посыл, мне нравится его идея. Он и как триллер здорово работает. Там есть потрясающий момент вот этого соединения. С том, когда она его, она его наконец находит. Офигенно снятый вообще. Короче, да, я куча положительных эмоций и на самом деле чем я о нем думал то есть у него еще и дорская послевкусие когда я к нему возвращался мыслями я думал нет это все-таки было даже ну это было потрясающе. я не зря поставил этому девятку сразу же и это такое как из ниоткуда никто о нем это об фильме не говорил ничто. что я, я единственный раз может в твиттере где-то видел в фиде в одном из кино каких-то каналов на которые я в твиттере подписан но это канал не называть страница скорее и потом вот этот постер видимо для меня зацементировал надо это попробовать и даже этот канал или вот эта страница, они особо этот фильм, не сказать, что супер хвалили, но типа да, это хороший. И, ну вот такие порой вот сокровища, их надо просто да вот, вот довериться своему предчувствию и, и попробовать. И это, наверное, было вот, наверное, самое большое открытие для меня этого года. Uh, по сути. Ну, хотя нет, самое большое будет чуть-чуть позже, на втором месте. Ну, на первом месте, понятно. А, на втором. Хотя, нет, знаешь, и на втором, и на первом. Потому что вот вся моя тройка, да, это mm -hmm. неожиданно потрясающие фильмы для меня были. Вот вся моя тройка это неожиданно потрясающие открытия были. И первые mm -hmm. фильмы от этих режиссеров, которые я посмотрел. Так что, в принципе, mm -hmm. uh, и на пятом месте у меня тоже открыть, потому что от этого режиссера я тоже ничего не смотрел. Только такой год открыть, короче, у меня. Вот. Второе место власть пса. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, отлично. Как да, Джейн Кэмпион, конечно, у нас еще одно такое возвращение. Тут был Майк Миллс шесть лет спустя, а тут, по-моему... 12, что ли, не знаю, Джейн Кэмпион. У меня с ней достаточно такие отношения непростые с ее творчеством, потому что вот ее хваленный шедевр пианино я как-то для себя так и ну, не смог найти в общем, себя в этом фильме, потому что, не знаю, я его ее Егеле, по-моему, даже не досмотрел его, если честно, хотя у него там и куча наград и тому подобное, и Харви Китель, который голый там представляет в фильме и тому подобное, надо бы смотреть, но, к сожалению, нет. Но вот «Власть пса», я по-моему, это, это был такой, знаешь, один из самых... Ну, не то, что рекламирующих, но, в общем, очень часто мне подавали какие-то материалы об этом фильме. И потом я уже такой узнал, что это Джейн Кэмпион. И я такой, вау, интересно. Беннинг Камбербэтч, какой-то вестерн, ну, хотя бы сеттинг вестерна, и тому подобное. Это было очень интересно посмотреть. И да, это потрясающий фильм, на мой взгляд. Рассказывает он замечательную историю. Кстати, также он снят по одноименной книге который, конечно же, никто из нас не читал, мы книги не читаем, мы геймеры. <свят> да, мы мы эти. Да, эти ну, пачки если бы вот, на основе придем. видеоигры было сделано, это, пожалуйста, а вот даже не спрашивайте. Это <свят> <интересно>. <свят> а, да. Да. 20-е годы примерно, где-то так. По сути, да, считай, что Вестерн. Еще пока Вестерн, пока еще это дикие земли американского запада. Братья Фил и Джордж а, владеют таким большущим ранчо огромным. Ви, очень богатые они люди, как я понял. А, Фил, который играет в czbn не похож на богатого человека, потому что он такой, ну, такой мужлан. Он не любит мыться, и он да. постоянно суровый постоянно. И тем не менее, всех образованный. Подкалывает. А, Это мы да, уже, он, гораздо позже узнаем. Да. У него много секретов. Очень много секретов. Это не самый главный секрет, да. Да. Uh, брат Джордж, который играет uh, Джесси Племенс, который как всегда, традиционно для него роль такой... Добряш-пухляш. Добряш-пухляш, да, паренек такой. Терпишь. Появляется... Кадр. Ну, он, все равно, это потрясающий артист, на самом деле. Я уверен, что у да. него еще будет такое открытие, от которого мы все хереем. А да, вы помните Тода в Breaking Bad, какой он там был? Это же был демон во плоти просто. Никакой нахрен не добряш. И, и не пухляш, кстати, он там худой. Вот я, кстати, вот не смотрел до сих пор. я не помню такого. Я, да, он играл в пятом сезоне, в последнем, был в одной mm -hmm. из банд, одним из банды этих преступников, с которыми в конце Уолтер сталкивается. Он там просто феноменальный. Это, по-моему, первая большая такая пробивная роль была этого актера. Угу. А, да, и в какой-то момент Джордж решает жениться на вдове, которая там которая играет Кирстен Данст. Она то ли владельца какого-то мясного бара, то ли остался после мужа, или просто работает там. В общем, она как бы. Это не это ее заведение, как я понимаю. Ну, тем не менее, она считается как бы вдовой и самоубийцей а статусом, скажем так, она не очень-то такая презентабельная женщина для такого человека, как Джордж, да, который встречается ну, ну да. с губернаторами там и подобное. Естественно, это сразу не нравится Филу, и тут начинается главный конфликт фильма, потому что Фил своим таким поведением э, ну, ее. ну да, именно что абьюзи то есть это не никакого-то прямого контакта. Он не орет там на нее, не кидается стульями и подобное. Это просто. Разу, да, разу. когда, когда Фил появляется в комнате, энергия в этой комнате превращается просто в пытку для персонажа Кинстон Данс. Можно топор повесить в атмосфере, просто когда Фил в нее входит. Да, да, да. и как, я еще могу представить, как там вонять начинает в этой комнате, потому что Фил вообще не моется, он все время проводит с лошадьми. С коня. Да, Лучше соблюдать дистанцию. Я возьму на вооружение вот это. Знаешь, приходишь в какое-нибудь общество, с которым не хочешь общаться, и говоришь, так, я только что с с жеребца не подходите. И ко мне. нажрался чеснока, так что давайте. О чем мы, о, о чем мы хотим поговорить? А, Бони Камбербэтч наконец-то перестал, я не знаю, как бы свои эти путешествия по Марвел Селейнам в обличии странного этого терапевта наконец-то напомнил нам, что он прежде всего тоже потрясающий артист. И это одна из его таких главных ролей. За я думаю, время. это лучшая его роль. Вот э, и я лучшая. Бендик Кембербэтч нигде не видел. Да. Он восхитителен в этом фильме. Но Причем также... в этом году выходил фильм да Электрические стоит? сны. А, там... okay. Вот это вообще какая-то хрень полнейшая. И Кембербэтч там такой не особо органичный был. Mm. Да. Но также я хочу хвалить Кирстен Данст. Ее перформанс мне безумно здесь понравился. Вот сыграть такую. А, абсолютно неуверенную в себе женщину, которая скатывается вот в алкоголизм из-за нервной uh -huh. почвы, которая попадает в обществе абсолютно неуютное для нее, uh -huh. Она, вот, это вообще мне кажется для женщин это достаточно тяжелая такая история для актрисы играть женщину, которая, во-первых, а совершенно потеряла веру в свою красоту. Б, а она постоянно находится под прессингом какого-то мужского внимания, мужской вот этой мускулиности, которую как выражает здесь Фил, который он вечно кусает. Но я думаю, это даже дело не в его мужественности, а в том, что он интеллектуально гораздо выше, чем она, и она дико компрессит. Он по этому использует поводу. все просто инструменты, которые да, у него да. есть. любые возможности. Подавление. Любопытно, кстати, мне это все напоминало, конечно же, работу красивую работу Клэр Дени. Uh -huh. Вот этот женский взгляд женщины-режиссера на мужскую мускулинность. И uh -huh. что за ней скрывается? Очень схожие какие какие-то темпераменты в изображении этой темы я ловил. Это было очень интересно об этом подумать. И в целом, конечно, сама главная история, она меня абсолютно поразила. Uh -huh. Просто какой исход, какой исход у персонажа Фила. Кем... Я не буду ну, даваться спойлеры вообще, что это за человек и какое у него там прошлое. Uh -huh. Я думаю, это отдельный такой сладкий фрукт, чтобы uh -huh. узнать это все. Тем более, как бы топ-2 топ уже у меня, поэтому оставим спойлеры за бортом. Поэтому, да, фильм изумительно красив, не только в красоте своих пейзажей и кадров, а просто каких-то тонких вещах. Кто Мне фильм будет? напомнил эстетически на самом деле нефть, как он снят. И еще дело помогает то, что снят он очень так традиционно. И, и ну, вот эти все вестерновые бэкграунды, тоже как из нефти. И еще, конечно же, это саундтрек Джонни Гринвуда, здесь, который тоже напоминает mm. нефть. То есть это было просто очень приятный аудио, визуальный такой экспириенс. Очень приятный да, для меня был. О, в фильме также офигенный звук, просто каких-то предметов, шагов фила uh -huh. по поверхности и звон этих шпор uh -huh. и все весь звук направлен опять же на главную идею вот это напряжение просто между людьми вот uh -huh. их как бы энергетики когда сталкиваются и происходят эти маленькие взрывы и мне понравился Коди Смит Макфи здесь который играет э, сына Керстена э, сына Dance. Dance, такого да. хитрого ну такой чем о нем можно подумать когда на него в первый раз посмотришь то здесь вот Джейн Кемпин отлично использовала такую... потому что Коди Смит и Макфи я не знаю, сколько уже ему лет, но он играет вот эту роль вот этого додика, уже такого маленького додика, он уже очень много лет играет. Очень много лет. И он играет такой, как барашка, которого скоро должны будут уже зарезать, понимаешь, чтобы поужинать им. Такого вот безобиднейшего создания. Да, во лицо очень такое. Во-вторых, он очень худой, высокий. И здесь Джейн Кемпин подчеркивает все это, когда надевают его эти наряды, и все брожут над ними, как бы, mm. понятно, что он выглядит просто нелепо, в вот, как бы, yeah. шляпе и вот это всем. А, да, и, кстати, для меня было открытием, что компания Converse выпускала свои кеды, аж еще в то время, когда, не помню, сцена была, они зашли в магазин и смотрят на эти Converse, и как современный такой, че, подожди, подожди, понятно, за Google. Правда, я такой: нифига себе! То есть, это, вот это классическая да. форма была еще что -то время. Mm. А, да, поэтому это один из лучших фильмов того года. Я считаю, что это позор Оскара, что его прокатили абсолютно по всем пронтам. А, ну, что имеем, то имеем. Поэтому да, это мое второе место. Это было просто феерическое возвращение Джейн, Джейн Кэмпиона. Кэмпиона. Я думаю, здесь да. она окружила себя просто правильными людьми в этот раз, и все заработало здорово, гораздо лучше, чем раньше. Я у нее тоже смотрел только пианино. Мне тоже не очень этот фильм понравился, хотя эстетически он был тоже красивым. И, и, и узнает, что это тот же самый автор в обоих случаях. Но здесь mm -hmm. просто, просто здесь все сработало лучше. И сценарий, и герой, и кастинг. Для меня все здесь сработало гораздо лучше. Это мое девятое место. в место десятки, я тоже, я, честно говоря, не ожидал, потому что «Власть пса», Кэмбербэтч, вот это тут вот все как-то вот, «Оскар», вот это все в одно предложение для меня было в этом фильме, я подумал, ну, это будет какая-то такая, ну, традиционная такая драма, ничего в ней интересного, зубастого такого не будет, но на самом деле нет. Это действительно было интересно смотреть, да. это было приятно смотреть. Кэмбербэтч просто гвоздь номера, он великолепен здесь, побольше таких бы для него ролей на самом деле, потому mm -hmm. что на фоне этого мастодонского перформанса все все то, что чем он занимается в Марвел, это просто какой-то, я не знаю, я не знаю. Да. Что это уже халат этого доктора и возвращайся в Одевай хорошее шляпу, кино. Да, возвращайся да. в бестерные да. или еще. Ну и последняя ремарка, друзья, если ваш друг-друг захотел стать хирургом, будьте осторожны, просто, просто будьте осторожны. Да. Ну да. А мне не понравился этот фильм. У меня три звезды стоит. Из пяти. Как-то он не сработал mm -hmm. для меня. Только кроме эстетического, вот визуала. Разговор, Действительно, у нас сейчас топ идет. Вот так заметили, что мы немного вообще в рассинхрон идем. То есть практически ну, только один со, у нас момент совпало, а так в остальном как бы у нас mm -hmm. типа... Мне Матрай фильм понравился, долго, а, мне нет. Сатроны, да. а мне нет. А мне нет. А мне вот не больно твой фильм. Ну да, не буду говорить. Не буду много дегтя накидывать, чтобы зачем мне это надо. А тогда второе место у меня – это «Невинные». У нас его перевели как а, «Паранормальные». Да. Это совершенно тупизм вообще, что так назвали. Читают название перед просмотром, кажется, сейчас будут дети X, радиоактивные люди. Или что в этом духе. Радиоактивные. Да, нет, нет, невинные подходят больше. И The Innocence — это оригинальное название. Ну, точнее, английский перевод. На самом деле, это фильм норвежский. И тут название вообще там... The Конечно же, тоже переводится как невинные. И это более правильно. Есть фильм о детях, о невинных детях. Но, ха-ха, невинные ли они? Коротко о фильме. Нам показывают такой ЖК, Жилой комплекс, отдаленный от центра города, ну какой-то скандинавский. Там многоэтажки, общие дворы, и есть много семей, в них есть дети. Эти дети встречаются на площадках, игровых, взаимодействуют друг с другом. Вот нам здесь несколько героев показывают. Это такая главная героиня, маленькая девочка, у которой сестра страдает аутизмом, сестра немного старше ее. И еще несколько детей тоже из других семей. Там мальчик, и девочка так с интересными пятнами на лице. Видимо, это как типа роди... родимое пятно, такой дефект кожи. Она такая смуглая, а пятна эти белые. Ведьелига Он... называется такая вещь, по-моему, нет? Может быть, я не знаю. Вот. И они как-то взаимодействуют между друг другом, но у них есть сверхспособности, так скажем. Вот у Девочки с пятнами, она чувствует других людей, читает мысли, и она разговаривает с этой девочкой, у которой аутизм. Угу. У мальчика телекинез, и, и вообще он проблемный парень, потому что он творит такую дичь. Да, у него а, какая-то злость он... сидит явно. Да, да. А у самой девочки-аутиста тоже некие способности, гораздо превышающие способности остальных детей, но она да. их не проявляет, потому что она внутри себя, внутри своего собственного мира. Но тут даже фильм не о том, что это дети приобрели какие-то способности, и они творят какую-то дичь или не дичь, добро или зло, а, а о том, какие как, как дети на самом деле и какая жестокость у детей бывает. Вспомнить даже первую сцену, одну из первых сцен, где младшая сестра этой девушки аутиста берет битое стекло и кладет ее в ботинки, ага. чтобы насолить, потому что сестра типа боли то не чувствует. Но чувствует, чувствует, она ей просто не показывает, она не может показать ее. И вот они издеваются над котом, с мальчиком, они там с другими детьми как-то взаимодействуют плохо. Этот пацан с телекинезом вообще ломает ногу на футбольном там дворовом матче одному из парней. То есть мы видим жестокость детей, какими могут быть жестокими дети. Причем это такая, такая жестокость исходящая, она отличается от взрослой, потому что взрослая жестокость, она полностью осознает последствия, да, и она такая, ну, направленная, осмысленная. Жестокость детей, она порой э, подпитывается их, скажем так, э, непониманием последствий или значением последствий, и поэтому у нее определенно такое есть э, свое свойство этой жестокости, своя такая начинка уникальная, где дети порой могут делать ужасные вещи, не до конца осознавая весь... Ну всю ну, да, подоплеку. Это даже не то, что случайные жестокости. Нет, это а. это потому, что они трогают мир, они его щупают, да. они смотрят, где добро, где зло. Они ничего не понимают этого. И вот этот фильм об этом как раз таки. Здесь это хорошо. Но еще экстремально видно. усиленно через суперспособности, да. Например, ну да. Это так, как бы да, намеренно так показано, что дети вообще особенные. Дети особенные. И они, ну ладно, да хорошо воспринимается на контрасте, мы видим иногда сцены с родителями этих детей, и когда родители спрашивают там, да, у своего ребенка что там было, вот что, как, как играл с чем ты там взаимодействовал, расскажи мне о своих чувствах, и мы видим, как дети не говорят с родителями, они боятся рассказать, в данном фильме нам это как бы прямым, таким очевидным э, способом показывают, что они не говорят, потому что там какая-то пронормаченно происходит, и они не раскрывают это ну и то, что там они друг с другом делают. А это проявляется на реальности. Дети немного боятся своих родителей. Они боятся как-то выглядеть в глазах родителей по-другому. Что, ну там их наругают, может быть там кто-то кого-то будет бить за это, позатыльники давать. Дети вообще не раскрывают ничего своим родителям. А родители тут в фильме такие обычные, вообще люди, взрослые, которые позабыли весь этот удивительный мир. Они уже знают, где там что хорошо, где плохо. И пытаются это хорошо и плохо насадить своим детям, кто как в свою там, меру образованности и социализации. Вот. И в конце данного фильма, главная героиня, девочка, вот эта блондинка, она понимает, она наконец находит вот эту грань добра и зла, она выбирает сторону своей сестры, она начинает, мне кажется, потом за кадром уже заботиться о ней, она видит в нем в ней уже полноценного человека, а не какого-то там вот аутиста на которой можно издеваться, потому что она насмотрелась на поведение своего вот этого друга, телекинетика, mm -hmm. который кошку просто раздавил пяткой. Это дичущаяшее пацан сцена. абсолютно сам да. по себе. Вот его взгляды, порой некоторые, которые. А опять же, потому что в этом есть какая-то детская непосредственность. Вот в его взгляде, но при этом она зловещая энергетика. Да. И вот этот, вот этот баланс то есть обычно, ну, то есть это не что-то новое, да, попытки показать детей с точки зрения хоррора, да, Стэнли Кубрик делал это в сиянии, и до него, наверное, кто-то это тоже уже делал. Это не что-то новое, но вот когда это. И меня обычно, как зрителя, это никогда не убеждает. Вот, вот в таких фильмах, а это меня не убеждает. Жуткие дети для меня всегда были нонсенсом. Для меня как будто uh -huh. вот тот факт, что это ребенок, он автоматически отменяет и отключает функцию крепоты какой-то, потому что я уже uh -huh. это вижу как невинность, как что-то безвредное. Ну что, ребенок может сделать миру, который гораздо страшнее, чем все, что может там сделать ребенок, да? Но этот фильм, он сумел это сделать, он сумел показать этот, ну, вот эту крепоту, о которой я только как концепт в основном думаю, как что-то действенное действительно, и работа еще. Да. Ну и помимо основных смыслов, фильм тоже очень занятно снят. И mm -hmm. как вот ты описывал про вот эти все падения солнца там на стену, да, в mm -hmm. этом фильме тоже много такого, что-то такого неуловимого детского. Эти все кадры, ракурсы и звуки, они mm -hmm. также насыщают эту атмосферу, этот сеттинг, чем-то вот таким детским, переносят тебя в детство. Потому что здесь вот в фильме очень много ветра. Mm -hmm. Вот он слышен, как он шуршит листвой, и ты прислушиваешься к этому. Потому что взрослые уже отсекают эти звуки, они не несут никакой ценной информации. А в детском мире это как раз-таки инструмент познания этого мира. Это вот инструмент ощупывания, что здесь происходит что-то вокруг тебя. Это весь мир насыщен просто. Для взрослого уже нет ничего в этом. В обычной природе, в обычных палках, в обычных там камнях. Uh -huh. А тут очень много близких кадров, таких вот интересных. Это мне понравилось. И исполнение, и смыслы ну, очень понравились. Я поставил 4 звезды вот этому фильму. Также у этого режиссера, Эскель Вокт, в этом же году вышел фильм «Худший человек на свете». Я думаю, ты, Стас, тоже смотрел его. Ну, «Худший человек на свете» снял Йоаким Триер. Значит, это Эскель Вокт был сценаристом. Возможно, потому что, себе, да. потому что предыдущий фильм Яки Триера, вот этот Эски но, он, по-моему, был его сценаристом, и там была, Тельма называется, и там была похожая эстетика а реализма, а но с паранормальными способностями да, у главной героини, такой... которая была телекинетиком, в свою очередь. То есть ему вот эта близка тема X-мены в каком-то таком реалистичном сеттинге. Ну да. Но я бы еще хотел просто похвалить актерскую игру всех детей, и в особенности мне показалась очень харизматичной Главная героиня, девочка. Вот mm -hmm. у нее классное, интересное лицо. Я думаю, она вполне может стать актрисой в будущем, которую да. мы будем узнавать. Да, тут вообще ни один ребенок не раздражает. Не mm -hmm. похож на неестественную игру. Они э, даже. А не девочка, стала, которая, играет. вот ты узнавал, девочка, которая играет вот, э, ну, старшую сестру, она у нее реальность заболевания? или это актриса так здорово играла это заболевание? Нет, я думаю, это актриса играла. Но вот информация не никакой. Ну, тогда это было mm -hmm. что-то на уровне Леонардо Ди Каприо в Что гложет Гильберта Грейпа, потому что mm -hmm. это изумительно было сыграно. Да, очень реалистично. А, хорошо. Тогда mm -hmm. мое второе место, получается. Это тоже было большущее открытие. Ну, такое открытие не в плане, что это какой-то режиссер, который только начал, да, или его никто не знает. Нет, это режиссер, которого, в принципе, в этом году вышел также фильм «Сядь за руль моей машины», «Drive my car», который там и «Оскар» выиграл, и, собственно говоря, оно шумело очень здорово. И, в принципе, у этого режиссера уже были фильмы, которые признаны хорошо в киносообществе. И это Риосуки Хамагучи, а, японский режиссер. Но его фильм года для меня — это совсем не «Drive my car», который как раз-таки одно из моих разочарований года. Вот так вот он у меня, Хамагучи. Сначала удивил, а потом разочаровал. Uh, такие экстримы у меня с ним. Но его фильм Will of Fortune and Fantasy, или как у нас переводится, там, типа Колесо фортуны и фантазии, или там Удачи и фантазии. Странное название, которое я не, не уверен, как сообщать вообще с тем, что происходит в фильме. Uh, вот этот фильм меня поразил. Причем смотрел я его в дубляже. И это был тот редкий экспириенс, тот редчайший экспириенс. Когда я думаю, что если я буду пересматривать этот фильм, я буду его пересматривать именно в этом дубляже. Потому что мне так понравился этот дубляж. Он настолько здорово попадал в каждое слово, в каждую мимику, и даже то, когда какими-то ужимками проговаривали слова, оно было полностью реплицировано в дубляже. Это, это такой редкий случай, когда Стас хвалит дубляж. Это раз в тысячелетие происходит, да. И действительно, то есть я аплодирую стоя тем, кто работал над дубляжом, над тем, кто работал не только во озвучании и чтении текста, но тот, кто писал этот текст, тот, кто подбирал все эти тайминги, длину слов, чтобы это все совпадало, чтобы это имело смысл эмоционально и контекстуально передавало, о чем идет речь, весь этот нюанс, который часто очень остается за бортом вообще, когда ну, люди либо пофигисты работают, либо у них нет времени, возможно, или я не знаю. Здесь часто чувствовался такой авторский действительно дубляж, который вот люди топили за свое дело такое ощущение вот и этот фильм это по сути альманах такой из трех историй и каждая история затрагивает идею... Тут нет какой-то ярко выраженной идеи, типа любовь или там дружба или еще что-то такое. Тут про разные, наверное. Но каждая... Это такой очень разговорный фильм. По сути, весь фильм построен на диалогах сугубо. То есть это не какой-то визуальный экспириенс с молчанием, с долгими промежутками без слов. Это, наоборот, очень диалоговое кино, где люди в основном сидят, разговаривают или едут куда-то, или идут куда-то и разговаривают. Вот такой это фильм. И... Меня просто. Ну, перв, я, я, наверное, сначала поведаю о самих историях и о чем они. То есть, в, первое, в первой истории из трех э, девушка, работающая на продакшенне где она, по-моему, занимается съем каких-то реклам, и они они с работы вместе с девушкой, которая, по-моему, участвует в рекламе едут и обсуждают парня или что-то в этом роде и одна из этих двух подружек другая рассказывает про своего парня и вторая начинает узнавать в этих разговорах своего парня <laughs> с которым она встречалась своего бывшего вот и после этого этой поездки в такси вместе она, собственно говоря, приезжает к своему бывшему ему в офис и начинает с ним разговаривать по этому поводу. Или он на тот момент не бывший, я вот не помню. А, но это получается такой любовный треугольник у нас в этой истории, и она его конфронтит по этому поводу, что типа вот, ты мне изменял или что-то в этом роде. А, это такая просто интересная, здоровская, романтическая история, а, и то, которое я не буду рассказывать, чтобы не испортить, но Просто очень здорово написано, очень здорово вот эти все конфронтации были изображены, и финал у нее очень-очень прикольный и неожиданный. А вторая история это история про такого крутого писателя, который, один из учеников, которого попался то ли на плагиате, то ли еще на чем-то, и он не помогает своему студенту, чтобы тот избежал проблем, типа, ну, раз ты так вот сделал, то все, и, типа, ну ты должен встретиться с последствиями. А тот затаял на него злобу, приходит домой, где его ждет такая как friends with benefits, когда у тебя есть подруга, с которой ты перепихон, у тебя чисто такие отношения, короче. То есть иначе вы никак не связаны по-другому. Такая взаимовыручка, так скажем. И он ей рассказывает эту историю про этого своего учителя, который крутой, э, крутой писатель, но который с ним так поступил. И в этот момент он видит по, те, по телеку, что этого писателя еще и наградили награды за его последнюю книгу. Вот. И он сговаривается с ней, чтобы та помогла ему разрушить его репутацию. И вот там uh, самая uh, сам костяк истории начинается после того, как она приходит к нему в универ и пытается его обольстить, uh, притворяясь его фанаткой. И в процессе она реально становится, ну, не, как бы не его фанаткой, но он ей начинает нравиться, этот писатель. И она уже не хочет uh, его uh, подставлять и рушить, его репутацию. Uh, я не буду говорить, что происходит дальше, опять же, чтобы не рушить, но ну, этот, наверное,. Ну, короче, наверное, у меня поступательная симпатия была к этим историям, вот каждая была лучше другой. И самая лучшая это третья история, где, собственно говоря, такая фэнтезийная немножко идея, такая, ну, скажем, такой хай-концепт, что произошла какая-то ошибка в мировом интернете, и все данные всех людей, личные данные, переписки, вся личная информация, они утекли и все могли ею воспользоваться, все могли ее прочитать. И это вызвало ответную реакцию от людей, что они перестали пользоваться интернетом и перешли на обычную почту. Вот. Это такой мир, как он как будто оторванный, он как будто немножко вернулся на там, 40 лет назад. Вот. И такая обособленная реальность у каждого произошла. И в центре главная героиня, которая, собственно говоря, приходит на встречу выпускников спустя сколько-то там лет, и она понимает, что она уже никого не узнает из тех, с кем она тут тусит, как бы, и она ни с кем из них не может заговорить. Она ни с кем из них не имеет чего-то общего, хотя бы хоть что-то обсудить, полный отрыв. Но ну, это то, о чем мы, наверное, думаем, когда представляем, а что было бы, если бы я пошел на встречу выпускников, да? Я вот за себя скажу, я никогда не пойду. И, и потом она встречает, она уходит оттуда и встречает где-то в другом сеттинге совершенно Uh, девушку, с которой она училась, ее лучшую подругу из школы, uh, и она говорит: "О, да, здорово, здорово, давай это надо, надо поговорить, все обсудить". И они и они идут к ней домой, и uh, в итоге выясняется, что это ее тоже узнают. Но в итоге выясняется, что они на самом деле вообще чужие люди, и они друг друга перепутали. Это не те подруги, о которых они думали. И, и что здорово это офигенно написано с точки зрения диалогов до того как они это узнают и после и вот то что происходит после это то что они они просят друг друга потому что вот с этими подругами с которыми они друг друга спутали у них были незавершенные такие вот как, знаете, в жизни бывает у тебя такой момент, когда ты что-то не сделал, и ты потом большую часть жизни жалеешь, что ты этого не сделал. Какие-то незавершенные психологические такие вот травмы образуются из-за нашей нерешимости с какими-то людьми, которые, возможно... Вот у меня такая, например, есть, где ты вот думаешь, эх, я упустил этот момент. Сейчас бы моя жизнь могла бы, возможно, по-другому сложиться. Возможно, я бы был бы с этим человеком. И у них у обеих такие моменты. И они как бы просят друг друга Раз уж мы здесь, раз уж мы так откровенчаем, давайте, ну, может, попробуем друг другу помочь. Ты притворишься, что ты действительно та подруга, и ты притворишься, что ты действительно та подруга. И они как бы изливают друг другу душу, будучи а, чужими людьми. И вот это, наверное, в корне моей любви к этому фильму, это, это кстати, первый фильм из вот этой пятерки, которому я опять поставил, пять из пяти, это вот именно как великолепно написаны диалоги в плане вот человеческих отношений и какой-то их вот этого живого взаимодействия. Их живого взаимодействия, вот, вот, вот каких-то живых вот людей. И какая-то теплота в этом была, вот. Особенно, наверное, в последней. Вот что-то было, с чем я очень дико законнектился именно в сценарном плане. И в актерском, конечно же. И дубляж, опять же, это все фантастически поддержал. Вот это вот было ощущение какого-то теплоты ближнего, который может быть даже тебе чужим и неизвестным человеком, но он может тебе помочь. Потому что человеку нужен человек, как завещал э -э, Тарковский. Э -э, а до, до него еще кто-то завед завещал так, что человеку действительно нужен этот connection даже если это может быть кто-то случайно с улицы, но вот в этом мимолетном каком-то случайности может родиться магия, магия вот этого взаимодействия двух душ, и вот это вот взаимодействие двух душ, оно было здесь фантастически э -э, запечатлено, чего мне не хватило в Drive My Car того же Хамагучи, фильм, который гораздо популярнее, все о нем говорили, и он получил там кучу наград, написанные по... по Мураками. То есть книга, первоисточник был Харуки Мураками, и он и в сценарии принимал участие. Но тот фильм мне показался такой очень голливудской драматизацией какой-то человеческих отношений, где... Структура настолько и настолько сделана по битам традиционной драматургии, что вся правда она, да, даже если актеры ее отыгрывают эту правду, она теряется в последовательности действий и какие действия происходят и как это все заканчивается. Это все как-то вот очень, как такой как будто ты наборчик купил от еды, понимаете, вот когда вот вы покупаете наборчик еды, это просто надо все смешать и майонезом запрать или еще чем-нибудь и ты вот просто это ешь, ты сам ничего не готовишь по сути. Такой вот наборчик такой, все там пропорционально. Здесь же вот каждое из трех — это такое живое искусство дискуссии и разговора, запечатленное на камеру. Это было великолепно. И поэтому это мое второе место. Я просто, я, я когда его посмотрел, я просто, я так насладился. Я ощутил какую-то легкость в себе и какой-то оптимизм насчет людей. Вот. Поэтому большой респект э -э, «Рюсских и могучих». Два таких во многом противоположных для меня экспириенса были. Но тем не менее, вот это было у меня открытие «Рюсских и могучих». Я очень рад, что посмотрел этот фильм. Хорошо, что я не посмотрел Drive My Car. Ну, возможно, быть я тебе понравился. Лежал в списке, что-то я такой откладывал. Говорю, он финал. идет три часа ну. или что-то там. Вроде он еще и огромный, у -у -у. к тому же. А, да, все, тогда не будем смотреть. Ну что, первое место. Первое место у меня абсолютно неожиданное для меня самого. Это фильм «Что мы видим, когда смотрим на небо» Александра Каберидзе. Это, наверное, один из самых теплых фильмов, который я когда-либо смотрел. Такого наслаждения просто от пребывания в этой истории, в той форме, в которой она еще рассказана, я не испытывал уже давно. Это такой фильм, скажи, пропитанный, как это принято называть, магическим реализмом. Да. да, в кино, когда присутствует uh -huh. что-то подобное, такое потустороннее, и, а, и все связывает весь сюжет фильма. А, когда, когда сюжет фильма становится на том, что однажды в городе Кутаиси, Грузинском, здесь детстве происходит в Грузии, а, внезапно сталкиваются два незнакомых до себя человека. Это Лиза, которая работает в аптеке фармацептом, и Георгий, который, как бы там, футболистом, по-моему, да, футболист. И как бы. Забавно, что любовь с первого взгляда вроде как с первого раза не получился, не встречаются, еще раз и просто договариваются о встрече, о свидании, так называемом. И все эти диалоги построены примерно как, я не знаю, у Аки -Мяки, как у Лантимаса. То есть это просто безэмоциональные да, 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 то вот такие, наши перекидывания строчки. Но это все подано с таким немножко юмористическим даже уклоном. Это все. Это фильм очень смешной. Я очень много смеялся от каких-то приемов здесь примененных. Но вот встречи, свидания не суждено было случиться, потому что Лиза э, встретилась как бы с тремя такими как это сказать, собеседниками, путниками, э, встречным по пути домой. Это, по-моему, там саженец, э, который сказал и там что-то, я уже не помню точно, камера наблюдения, которая э, навела с глаз, э, с глаз Ветер, который не успел что-то сказать, водосточный Желоб, который там тоже что-то проговорил. И это просто так клево сделано, когда она просто смотрит на эти предметы и э, закадровый голос э, говорит, что, собственно, здесь происходит сейчас. То есть что конкретно этот предмет, <laughs> как бы uh -huh. неодушевленный, говорит ей. И магическим образом на них было наложено проклятие на двух этих героев. Одно из свойств этого проклятия э, связано с тем, что они проснулись не в своих телах. Ну, то есть они внешне изменились. Uh -huh. И, например, с момента с Лизой, когда фильм начал прорвать четвертую стену, так называемую, то есть когда он прям титром тебя пишет, типа, другой зритель, сейчас ты услышишь сигнал, закрой глаза. Yeah. И ты закрывал глаза, глаза, глаза когда... кстати? Да, конечно, да. Я, я тоже, просып... да. я просыпаюсь там, пинг, и уже утро, и она, Лиза же другая. Я, я просто Это рассмеялся. В... Да, да. Я, я просто рассмеялся в этот момент. Господи. Ну, я, конечно, перемотал. Посмотрим. Так, а что там было? Не, ну там как бы да, не буду говорить, что было. он там ничего не было. Ха. <свят> а, да, и второе свойство второе свойство проклятия они потеряли свои навыки. То есть Лиза вообще ничего не понимает теперь в фармацептике, в анатомии и тому подобное в медицине. Георгий, понятное дело, даже не мог футбольный мяч перебросить ребятам через забор. Просто не получается все. Им надо искать новую работу. И весь фильм, по сути, нам вот как бы рассказывается через э, закадровый голос. То есть это, как бы, такой даже больше рассказ, нежели, чем кино какое-то. Конечно, там есть диалоги и тому подобное, но мы просто вот путешествуем по всем вот этим уголкам вот этого замечательного Кутаиси, уютнейшего города. То есть, в принципе, как и, mm -hmm. любой, наверное, другой грузинский город. Когда-нибудь я там обязательно побываю. Но вот эти все солнечные, знойные деньки и показаны просто прекрасно. Рассказывается о традициях этого города, когда да. все собираются смотреть чемпионат мира в двух местах традиционно. с этим связана определенно каждая своя история. Там даже собаки собак. в этом... Да, да, да. Я, я, тоже хохотал от этой штуки, когда даже собаки договариваются между собой, чтобы идти куда-то в определенное место либо у театра либо у бара а у моста смотреть чемпионат мира да. <связывая> да и это просто просто волшебное кино в прямом даже смысле этого слова потому что да действительно все связано здесь с магией с какими-то такими случайными событиями персонажи как будто сошли из страниц какого-то романа уже очень они не киношные в традиционном по этом понимании и как как проклятие раскрывается через магию кино, как бы через магию mm -hmm, пленки да. потом в конце это тоже было замечательно. Mm -hmm. а, поэтому, да, этот фильм я напомнил, как я уже говорил, высшей работы Лантимуса в какой-то степени, но да. именно больше формой, нежели содержание, потому что да. Лантимус это всегда связано с каким-то насилием и тому подобным да. вещами. А, ну, больше по настроению то, близко что-то Уэса Андерсона, и аки кюри когда юмор такой строится на вот больше каких-то словесных моментах, не лепицах каких-то произошедших с героями. Да, я, я фанат такого юмора, я, очень, я называю его литературным, что ли. В книге, ну, часто можно заметить в книгах что-то подобное. А, поэтому, да, это был просто прекрасный просмотр, прекрасный опыт просмотра такого фильма. Особенно вот сейчас мне за окном тоже светит солнышко, я его посмотрел. Да, даже на и... постере, как вот она смотрит вверх, и ее освещает ее лицо солнце. Да, а, да. В этом, да, В этом постере запечатлено настроение данного фильма. И именно его я и хотел получить, когда смотрел на этот постер. И его я и получил, собственно говоря. Да. Это Филь... прям супер чилово. Фильм идет 2.30, абсолютно пролетает незаметно. Да. Хочется просто постаться в этом городе. Какому механиц... фильму нужно побольше хрометража, чтобы вот действительно осесть в этом месте? Потому что этому самому месту, самому mm -hmm. характеру места, как ты уже и говорил, уделяется время. И ты, ты, ты немножко как будто должен сам стать жителем этого городка yeah. и, Очень. и ходить очень классно заигрывание с формой, как, например, комментарии по поводу, значит, как бы ситуации с природой, с дикой, что мы, что мы с ней делаем и тому подобное, как это происходит в этом фильме. То есть <laughs> автор просто за кадром голос, нам просто об этом рассказывает на фоне бушующей реки и плавающего мячика футбольного там. Он просто говорит, потом такой какой-то момент, а теперь вернемся к основной истории. раз Нет. возвращаемся к основной истории. У, у, у фильма явно есть такое прорывающее четвертую стену тон такой, где где он как будто бы говорит: ты смотришь фильм, чувак. Мы с тобой вместе смотрим фильм. Я диктор, да, который все это. Да, и да. ты мы вместе смотрим фильм, и, и, и мы здесь будем говорить о магии кино, о магии жизни, в принципе повседневной маленьких чуд чудесах, которые а, мимолетно проносятся пока мы бредем mm -hmm. по этой жизни. Я вот не знаю, это режиссер наверное сам был за кадром голосом, наверняка он. Возможно. А, не знаю. Я люблю, когда такой прием используется. Это часто там у Сакурова можно было видеть или у его же этого другого грузинского режиссера Тарас Ляни, который сам озвучивал свои фильмы, то есть он снимал на грузинском как uh -huh. языке, а дублировал один <laughs> на русский. <laughs> это uh -huh. тоже очень с грузинским еще акцентом, знаешь, это вообще uh -huh. просто песня для ушей. Поэтому да, в этом фильме просто приятно раствориться. И вот учитывая то, что я обычно на первые места у меня какие-то серьезные фильмы достаточно. Вот «Власть пса» почти подобралась к первому месту. Но, видимо, это то, что мне то есть э, э, этот фильм дал мне то, что, наверное, мне сейчас и нужно. Я поставил на первое место легкость mm. какая-то и отдых. от <сего> всего, что у меня уже накопилось. Поэтому, да, это... Нет, это, это, был... это как такой э, детокс, ди, как сказать... Детокс, детокс да. Детокс, да, короче, происходит с этим фильмом. То есть он как будто из тебя, как губка, забирает а, какую-то напряженность, скованность. Mm -hmm, mm -hmm. И да. негатив тоже. Потому да. что ночь до этого я смотрел Титан. А, так ты сегодня буквально посмотрел, Да, с утра я встал. Первое место в последний день, прямо перед. Почему-то продолжение магии фильма просто. Почему-то я верил: я верю, что-то что-то у меня. То есть, я смотрел в два захода, то есть я начал смотреть, но потом отложу просмотр. Сейчас вот доверстал. Я почему-то я верил что блин, это меня зацепит, наверное, очень сильно. И вот оно сработало. Прекрасно. Прекрасно, я рад очень, что он тебе понравился. Это фильм на моем шестом месте. Я тоже восхищен. Тогда, Егор, твое первое место. Что ж, первое место, я уверен, что вы не разделите со мной его. Ну-ка. Да, этот фильм обладает семи Оскаров. И там среди них, конечно, пиратовская работа, художник-постановщик, звук-монтаж, визуальные эффекты, саундтрек. А седьмой «Оскар» — это «Айзек». Ну, короче, фильм Дэнни Вильнёва. А, «Дюна»? На первом месте, да, «Дюна». Ты знаешь, ты заговорил про «Оскар», я такой сразу, так-так-так, так, что там было, что там было, что там было на «Оскар»? «Оскар» «Айзек». У меня восьмерка стоит этому фильму, даже не «девятка», не «десятка». Ни одной я... девятки Диноп... за этот год. У, У меня... Егора. Да. Ну, Энканта я 9 поставил. Вот. И но, он ниже, чем я... восьмерка Дюны. Да, но я тут... Ну, там по Повлад, разделил все. Просто. Я поставил Дюну на первое место, наверное, по ну, вот двум причинам. Первая причина это ты, а вторая все твои мечты. А первая причина это, короче, потому что я хочу вернуться в этот мир. Я когда посмотрел его в кинотеатре, вышел, я был немножко разочарован. Мне, конечно, как и многим, чего-то не хватило, и за один фильм не рассказана вся история целиком, и были кое-какие вопросы. Да. А вот вторая причина, это потому что Дани Вильнёв. Потому что Дэни Вильнёва я очень люблю, уважаю. Мне он нравится, авторский стиль его. То, как он балансирует, как, как Нолан балансирует на уровне блокбастерного мувимейкера и, авторского и автора. Подходит. Да. Uh -huh. Этот баланс мне очень нравится у Львенева его все подходы, мне очень нравятся его такие протяженные медленные кадры какие-то, э, как свет там выставлен, но все, я кайфую немножко от этого. И возможно, не отрицаю, э, эта Дюна мне понравилась, потому что я не знаком был э, с первоисточником, я не читал книгу, я не смотрел предыдущие работы э, того же Линча. Дюна. Я, я знаком с Дюной только по игре на Segy. Я ну, говорю, картридж. мы геймеры, мы. Да. Книги не читаем, да. да. <сих> картридж, Дюна, Battle for Arrakis. Это была потрясающая стратегия. И я ее да, обожал. Да. Эти все черви, которые там лазили, мои машинки из песка хавали. Эм, да. Вот. И я хочу вернуться в этот мир. Мне очень понравилась мифология. И mm -hmm. мне понравилось, как эта мифология была вильневым показана. Эм, действительно. Не как что-то такое попсовое, это выглядело как-то так мифологично, интимно и сакрально. Все вот эти, ну, про Шайхулу, вот эта вся история, про вот этих экстрасенсов, которые там камушки перебирают, которые глаза закатывают тоже так интересно. Про дома, вот эти, как в стиле Игры престолов дома, то и от и там какие-то есть дома, кланы, которые там делят вселенную на свои земли. Вот. Но много а... из этого стоит благодарить Фрэнка Герберта, все-таки его первоисточник, mm -hmm. который создал одну из самых детальных вселенных книжных, и по сути, по его слепку уже многие начали mm -hmm. делать свои произведения, где были Конечно. все эти дома, Бенегай вот эти вот там и так далее. К yeah. Куча там историй, да. Конечно, да, первый источник тут решает много и не сценарист. Uh -huh. Хотя тут какая-то адаптация была проведена своего рода. Вот. И кто-то говорит, бывает, что типа этот фильм там подобен дивергент, потому что здесь очаровательный Тимоти Шаломе, и все такое. И вот он такой красивый. Дивергент для пацанов, да. Да, типа. Но я не считаю, потому что здесь все-таки он единственный такой подросток. Какой? Там еще есть зендая, но ее почти нет там, да. Ну да, она как бы да, но это не то. Потому что дивергенты они существуют. Типа я не такой, как все, среди таких же по возрасту. А здесь он все-таки во взрослом мире. Это не Янгадалт все-таки, это настоящий взрослый sci-fi. Вот, да, поэтому в этом плане отторжение вот на уровне Тимати Шеломеша он тут делает слишком красивый, дайте мне нормальную актера персонажа нет у меня такого не возникло вполне себе адекват Оскар Айзек здесь потрясающий такой как отец как вот эти наставления он дает ему тоже очень классно и умер здорово прикольно также этот Ой, сейчас. Скарсгард? Э, стел, да, Скарсгард здесь вообще какой-то червяк. Просто невероятный антигерой такой. Напомни, пожалуйста, как его зовут в этом фильме, этого персонажа. Борис, по-моему, или как? Ой, подожди, не Борис. Не Александр? Нет, там русская книга. Владимир? Владимир Штотович. Владимир Штотович. Владимир Коковский. А, Владимир Харконин, да. Харконин, да, точно. Или Харконин. Да, в вот жижу он, это мое любимое, наверное, что есть в этом фильме, потому что эти его опускания в жижу, вообще его дизайн отвратительный, этот mm -hmm. параллели с Курцем из «Апокалипсис сейчас» тоже на лицо, конечно, где вот он так он вот это стирает это пот mm -hmm. это, или что там. Это, это здоровский дизайн. Необычно, это, да. Это лучше, чем в фильме Линча, где такой смешной, смешной такой пузан летал в таком воздушном костюме, как шарик по комнате. Здесь была уважающая такая атмосфера от него. Также здесь многие поисковики глубинного смысла, ну и которые читают символы, находят много интересного, что было продумано. В частности, это Аполлон, параллель с Аполлоном, вот с этим полубогом древнегреческим, и ему приписывают как раз-таки герои Тимати Шаламе главному, потому что он и выглядит как Аполлон, он женоподобен как Аполлон, вот, и так далее. Там разные мифические отсылки присутствуют, но я не буду в них углубляться. Хочется похвалить, конечно, Циммера. Всегда я его любил, на самом деле. И этот sci-fi размашистый. Он заслуживает именно Циммера, скорее всего. Также... Ну, Циммер ну, очень сам люблю. хотел еще очень писать. Это его мечта давняя mm -hmm. была для Дюна написать музыку. Ну, я думаю, он здесь вложился на полную. Очень мне понравилась сцена, где на, по-моему, родной планете дома Харконанов, происходит подготовка армии uh -huh. к нападению на, на дюну на раки, точнее. И вот там по-моему, их называют. Да, что-то такое, такие типа какие-то наемники, что ли, или что. Ну включу, такие главарецы. бесстрашные воины, короче. Там для... армия императора, по-моему, что-то такое. Общем, да, 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 да это это Армия императора. В общем, то сговор с императором, чтобы вот этот дом Атредосов, которые они Боялись, Слишком восходящий их. такой дом, да, в популярности. Ну, да, он мог что-то поменять в балансе сил, вот они их решили убить. И вот эта сцена, где жертвенник такой, который с первого раза может быть даже и не заметен, но там столько людей висят подвешены вверх головой, ну как не подвешены, mm -hmm. а... Уложен так, чтобы кровь там стекала В отделенный чан И вот это вот войско стоит, готовится Голос там их подготавливает И слышен чувак, типа как шамана Который там на пьедестале Где-то там на высоте читает Такую типа, знаешь, шаманский Такую э, штуку Вот этим горловым пением Mm. Меня это пробрало просто до дичайшего Было классно, Что когда изменили, и там добавили, типа, гамбага, гамбага, Я тоже сейчас об этом думаю, типа, Очень круто смотрелось. Это выглядело не как... Вот не как, знаете, где... Один из эпизодов «Звездных войн», где Хикс орет на планете, которую превратили в звезду смерти. Вот в этот войско свое наставляет. Да фигня. <с conversation> Вот это было круто в Дюне, вот тут в этом. Это действительно выглядело сатанински прям. Ну да, ты испытывал, как бы ты понимал, что эти ребята, они какие-то очень крутые, ну, то есть очень злые, от них стоит ждать беды. В Звездных войнах это была как типа такая полушутливая отсылка к Гитлеру и тому, как он, как оратор, орал там и они даже поднимают руки, потом как этот, как Зигу кидают в конце. И у них логотип даже похож на свастику. Да. Um, в общем, я кайфовал. Я, на самом деле, потом еще пересматривал Дюну. Делал... И все-таки получал удовольствие. Но я не могу там высоко оценить. Я вижу, что это незаконченное, блин, произведение. Там есть кое-какие проседания. Мне не нравится особо Джейсон Мамоа. Мне не нравится вот это вот их отношение типа... Я согласен, я согласен. Мне не нравится Джейсон Мамоа, но их вот эта натужная химия, так называемая, где он ему там по плечу все время... Да, типа... Мне продают то, что чего нет на самом деле, я это чувствую. Да, я тоже почувствовал. Но у меня такие претензии... Большей части этого каста, каст замечательный, никому почти не верю, особенно когда здесь появляется Хавьер Бардем. Хавьер да? Бардем это вообще такой вообще, mm. ни о чем вообще, ну ни о эпизодник чем. Эпизодник такой, знаешь? Такой у нас эпизодник на эпизоде Хавьер Бардем играть между как прочим. Как будто он вдруг Вильнёв его просто, а давай я тебе mm. такую шабашку сделаю, Чуть -чуть. почему нет, типа. Мне понравилась Ребекка Фергюсон, наверное, oh, она да. лучший каст всего фильма для меня будет. Это бесспорно она великолепна, и она на своем месте. Джош uh, Броли, кстати, Хавьер Бардем, Джош Бролли вернулись друг к другу после «Старикам тут не место». Джош uh, Бролли, ну, могу дать, могу взять, то есть можно его и убрать, и ничего не изменится для меня. Зиндай uh, комично мало, просто комично. Uh, uh -huh. Типа, я когда она ему в конце говорит, это только начало, я такой, да, это только начало, потому что это фильм почти ничего не произошло, тут очень мало показано было. И... А Дэйв Батиста молодец. <с avec> да и бакиста молодец, его 3 секунды, наверное, в этом фильме. Не, Буквально. 7 где-то примерно. 7 секунд. Его очень мало, опять же, тоже комично мало. Это большая проблема, я согласен с фильмом. Потому что у него гигантский хронометраж он весь большой, дорогущий. И все, что ты от него ожидал, у него мало в фильме. Понимаешь, тут 90% фильма тебе показывает, какое у Тимати Шаломе идеальное лицо под разными углами, под разными световыми э, потоками. Ну да, да. Этому деляется, ну, не 90%, но половина, наверное, точно. И порой это до комического доходит, где Вильнев так изворачивается, что угу. мне кажется, как будто Вильнев пытался соблазнить Тимоти Шеломе и уединиться с ним между дублями, или я не знаю. Потому что, ну, настолько фетишизировать красоту, несомненно, красоту Тимоти Шеломе, но порой вот, когда помнишь, он смотрит какой-то урок, типа, голографический, да, а потом, типа, залетает такой убийца друг он маленький, помните, да. а, и шаломе такой идет сквозь эту голограмму, которую он смотрел, и она так красиво обивается вокруг его черти его лица. Я такой чувак. Ты ну то есть, мы, мы что смотрим: дюну или мы смотрим Тимати Шаломе за муви здесь? Я вот не совсем понимаю. А, а насчет Оскара Айзека, красивая борода, фантастически выглядит. Нет дела до его персонажа. Вообще, вот я не ощутил за ним никого персонажа. Это большая проблема в принципе касательно всех персонажей. Что я это... думаю, да? здесь просто звездные. Каст собрали, ну какой-то как бы типа положено, какие-то плейсхолдеры я, я думаю, я думаю, что люди. я думаю, что возможно Вильневу стоило бы хотя бы как-то не знаю, как Питеру Джексон в свое время внести какие-то серьезные изменения, ну не то что серьезные, но какие-то изменения в перенесении первоисточника да на киноязык. Я думаю, надо было более энигматичным этот фильм сделать С меньшим количеством объяснений Я не читал, конечно, первый источник Но ощущение, что он просто страница в страницу Как будто следует и, словно говоря, не отходя от него И, соответственно, как бы Ты, как будто, знаешь, книгу не дочитал И все, положили Я читал книгу Я читал, по сути, немалую часть того, что в этом фильме было показано я, конечно, не дошел до момента, где Или я дошел до момента, где от Рейдосов уже начинают перебивать там всех. И эта резня начинается. Но суть в том, что то, как оно там написано, оно написано как такая серия фактов в том плане, что вот ты просто вот, ну, ты в ситуации, uh -huh. да, и ты немножко, ты узнаешь, по сути, о героях. В начале каждой главы принцесса Ирулан есть такой персонаж, которая появится во второй части Вельнева. Кстати, ее кто-то интересно играет. По-моему, Флоренс Пью будет играть принцессу Ирулан. Спасибо. Um, и вот она, типа, в начале каждой главы, там такие, как, типа, выдержки из ее книги, которую эта принцесса Ирулан написала про все события мира, там, да, которые, не знаю, сколько там столетий назад уходят, про все эти поколения, как будто такая летопись какая-то, вот, которую вела принцесса Ирулан, через нее ты узнаешь контекст, но сама история, она тебя не балует совершенно контекстом, она просто вот идет, идет, и в этом была такая прелесть этого, когда я читал, что, типа, вот, идеология там хорошо написана, и ты много додумываешь, много много дофантазируешь. Это похоже, знаешь, на что, на вот тоже современный сериал "Основания" по Айзеку Зимову. Угу. Там тоже также подается вся угу. вселенная, но она тебе в лицо не объясняется, и ты угу. тоже много додумываешь, это чарует. Да, я я не скажу, что Дюна фильм, да, он как-то страдает от большого количества экспозиции, но я скажу, от чего он сильно страдает. Если когда я читал, и я просто видел такие вот диалоги, такие по делу, и как бы, ну вот как этот мир оперирует, я просто наблюдаю за этим, да, то есть не, не то, чтобы книга хочет, чтобы я полюбил этих персонажей, да, или что-то в этом роде, у Вильнёва есть все таки драматический нажим, вот в том, как он изображает, он хочет эмоции показать герою, все, но он как будто разбивается об вот эту более холодную поверхность первоисточника, и поэтому его персонажи, они все здесь двухмерные, я не могу сказать, что здесь хоть один из трехмерный персонаж, вот они все, мне кажется, очень оболочены очень угу. оболоченные. И вот когда они о чем-то говорят, мы вообще никакого нет до этого дела. Вот, серьезно, я, я его пересматривал. старался, пытался. Я смотрел в IMAX первый раз, разумеется, и на визуальном уровне, конечно, фильме очень понравился. Правда, я до сих пор вот у постера сочнейший постер у фильма с этим вот золотым песком. Ничего подобного в фильме вы не увидите. Песок здесь почти белый в этом фильме. Здесь из него высосали все цвета из из этого фильма. Мне это совершенно не нравится. Это это, это абсолютная да, ошибка. Коричневый цвет превалирует. Да, тут всем. просто есть, есть красота, красота кинематографии. Она, она, есть в деталях, в элементах, в том, как вот Вильнев вот эти интерьеры показывает, как минимализм вот этот, который уже был в Blade Runner 2049, вот здесь. Но цвета, которые были в Blade Runner 2049, вот их здесь уже нет. Здесь уже высосанная uh -huh. такая вот картинка. Но здесь много золотого, тоже присутствует блеск там и так далее. Солнца очень много, когда мы на Аракисе. И Но оно все опять же потому, высушено. Что там кул, да. солнце. Ну, ну, кстати говоря, еще о трехмерных персонажах, червь был выполнен очень хорошо. Да, трехмерных персонаж. Он похож на глаз, когда он смотрит тоже. Ну, я скажу так, я пересмотрел после этого фильма, точнее, посмотрел впервые фильм Дэвида Линча, и черви Дэвида Линча мне нравятся гораздо больше. Потому что, во-первых, они были практическими эффектами сделаны. И при том, что да, ты сейчас видишь, что это такие, ну. Это тебя не убеждает, что это прям черви, да, <laughs> настоящие. Но это просто тактильнее ощущается mm -hmm. по-настоящему. А черви вильнева ну, мне не было, опять же, до них никакого дела. То есть это сначала это такая огромная пасть, это, знаете, как вот чер... это как вот, вот у, у, у Линча были вот такие черви, а я сделаю в три раза больше их да, чтобы они вообще огромные были. И типа, ну да, ты сделал их больше, но эффект от этого никакого не прибавилось, лично для меня. Вот и там вот это вот впервые первый сначала показывают пасть, в которой да, там... Он, короче, он весь фильм, он тизерит тебе червей. Он только в конце показывает одного червяка, и то в таком освещении, еще в вкупе вот с этой вот цветовой палитрой, в таком сумеречном ночном освещении, где ты там прищуриться даже должен, чтобы разглядеть вообще, что это за червь и как он выглядит. Поэтому я, я не был впечатлен червями вообще. Mm. У меня сложное отношение с этим фильмом, потому что как бы... Я смотрел, в принципе, получал удовольствие. Это uh -huh. экспозиции, для меня это было в какой-то степени новое. я не читал uh -huh. первоисточник, кое-как там знал что-то примерно, но тем не менее. Визуал мне тоже нравился. К отсутствию красок я в принципе быстро привык тому uh -huh. подобное. Но. Да, фильм просто быстро выветривается, как песок, у тебя сквозь пальцы устремляется с Поэтому он не живет в тебе совершенно. Причем, и... когда ты уже встаешь с кресла, вот, ну, я не знаю, ты его в кино смотрел или где? Да, в кино. Ты встаешь с кресла, и тебе уже пофигу. Ты только что увидел. То есть, оно, ну не живет в тебе действительно да, да да и и и и как бы я это все-таки заключаю это проблема в персонажах в том как они написаны вот 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 в этом проблема я я, я, я... мне вообще нет дела о чем они говорят то есть я я это слушал я это конечно слушался потому что я так смотрю mm -hmm. я я вникаю когда я смотрю но я даже... На пересмотре я вырубил это. Я даже, наверное, я, я треть посмотрел, когда вот они на Аракис прилетают, располагаются там, все вот они выходят, все, они располагаются. <Р spraw> <control> я такой, что я тут делал? Я что-нибудь другое лучше посмотрел. Вот такое у меня вот было. Я помню, меня удивило. Я до сих пор, я один раз смотрел в кинотеатре, Вот не помню момента, как вот гибель Джоша Бролина была. Она была как и будто... А там не было гибели. Он не погиб. кадром. Он не погиб. Он еще появится во второй части, скорее всего. Ну, потому что этот персонаж по канону, он еще появится позже. А -а -а. Он может быть еще и жив. Но, тем не менее, в первую часть, ну, я смотрю первую часть фильма, да, как бы... Да, угу. И ты мне его постоянно показывает, он предводитель, как, в сути, начальник А потом, армия, как будто, фильм о нем забывает, да, А И его нет, и все. Да. И да. Это, это очень странно. �иза. Поэтому <связ freshman> я считаю, что... И... Я сейчас скажу один момент, который я могу забыть, это насчет того, как они визуализировали, типа, во-первых, ну... Меня вообще не впечатлил экшен в этом фильме в плане вот, когда дело касается рукопашных мечей. драк, мечей, угу. а, щит вот этот вот, этот красный-синий, вот эта вот визуализация того, как щиты работают, ну, что, типа медленный, какой медленный удар доходит, а быстрый удар типа отскакивает от Такая была идея в первоисточнике. И вот как они это все визуализировали, сама хореография, вообще, ну то есть, опять же, возвращаясь к 2000 2049, там была какая-то брутальность в ударах, я помню, я помню, мне нравилась хореография экшена вот такого рукопашного даже. Да, первая а, схватка КС с Батистой, не забываем. Абсолютно даже рядом не стоит с и, тем, что и, было в Дюне. И Когда его лафа от, от Мудохала мне тоже понравилось, да. в принципе. И, и даже драка с Харрисоном Фордом, с этим Декардом среди голограмм была просто интересно поставлена. А Тут как-то я не могу ни одну драку вспомнить особенно, то есть я помню, uh -huh. что там были моменты с Джейсоном Мамо, где он с клинком там против кучи людей дрался, но это ничто не оставлял эффект. Были клевые вот эти моменты с бомбардировкой, вот что касается кораблей, вот таких вот бомбардировок, этого всего, это, конечно, было шикарно сделано, масштаб был здоровский. Uh -huh. Ну, что ну, вторую мне, часть, я мне надеюсь. Мне нравится, ну, сейчас цитату скажу одну, очень понравилось мне изречение, я уже в другом подкасте тоже об этом говорил, подметил, я разделяю такой эзотеричный подход и люблю копаться в этом таком мистицизме, вселенной. Было классно сказано, тайну жизни не нужно разгадывать, ее нужно прожить, это процесс непонятия, остановить его. Надо двигаться в одном потоке с жизнью, слиться с ней, нестись по течению. Но ну, самое главное, это вот первое предложение, что тайну жизни нужно задать и ее нужно прожить. Это вот похоже на вопрос о смысле жизни. То есть все спрашивают, как, в чем смысл жизни, в чем смысл жизни. Uh -huh. А вот и нет его, его как, как какого-то отдельного, потому что смысл в жизни в самой жизни. Ты должен просто жить. И в этом будет Я свой так... смысл. чему? Я не понял. <laughs> это цитата, как сообщается. С чем? Ну, просто ним, что жди вторую часть, с дюйма, фильмом, все будет да. хорошо с, с фильмом. Не рвани, с ожидания, да да, <свят> она была в фильме. А, эта фраза а, -а, -а, -а. Фильме. <свят> это фраза а -а -а. была в фильме. А -а -а. Да, это фраза а -а -а. была в а -а -а. а -а -а. фильме, да. Вот этого ты не сказал. Какой-то там мудрец, по-моему, ее говорил, да. Кстати говоря, вот этому артисту Давид Дасмолчан, который постоянно на вторых ролях у Вильнева, там в пленницах был дранер был, ему 47 лет. <свят> 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 Но он и выглядит примерно столько же, я бы ну, сказал. Не знаю, не знаю. Я сейчас вот посмотрю. Он офигел. был еще в темном рыцаре подельником, ну, точнее, таким. Да, этим. он, как, короче, как полдана вечно молодой это, на лице. Он криповый, у него Да, это криповый чувак, да-да-да. Да, Он мне нравится, Он еще криповый, чувак. В общем, вот э, финальная моя критика этого фильма, в чем она? Это в том, что это ощущается как фанбойский фильм. И Дэнни Вильнев, кстати, в этом признавался, он говорил, я этот фильм снимал не как Дэнни Вильнев, который сейчас я, а как, типа, я пытался мальчишку внутреннего в себе возродить, как он бы снимал mm -hmm. это. И это ощущается, это действительно... Ультрафетишистский фильм в том, как он фетишизирует э, какие-то детали из первоисточника, какие-то образы. Он слишком задерживается на определенных моментах, слишком ощущается такой какой-то слишком... Защитное отношение ко всему. Нет, вот это важно. Нет, вот это надо показать. Нет, вот здесь, вот это. Вы не понимаете, вот такой вот этот фильм. То есть, типа о Это скорее циммер, так говоришь. Вы не понимаете, здесь надо вставить этот фрагмент этой композиции. Да, здесь уже только что звучал Нет, надо вставить. Вот еще один, пожалуйста, минус. Слишком много музыки. Этот фильм порой показался, как будто я клип долгий смотрю, столько в нем музыки. Вельнева. Потому потому что... Ой, не Вильнёва, а Циммера. А, потому что вот у Вильнёва мне что еще нравится его фильмы? Это, он, 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 всегда мастерки знал, когда не нужна музыка, когда тебе нужна тихая сцена, которая самой своей визуальной составляющей том, что происходит, она все, она тебя покоряет. Здесь же постоянно музыка играет. И причем была бы хорошая музыка, но я не в восторге от этого саундтрека Циммера. Этот саундтрек будет в подвале того, что мне нравится у Циммера. Вот в подвале просто он будет. Поэтому это, это в какой-то степени, конечно, такая как ир ир ирония, да, потому что, наверное, это над которым, может быть, он больше всего старался, потому что это мечта всей его жизни была для Дюна написать э, саундтрек. Ну, ну mm -hmm. в принципе, так бывает. Ну, тут бывает. кому как. Это очень так сложно бывает. угодить всем вот в плане ну, да, музыкального вкуса. Нет, это сложно. Но я лично тащусь от саундтрека. И когда я, вот, я переслушиваю отдельно саундтрек, я как-то погружаюсь в какое-то такое мистическое пространство, которое mm -hmm. не подчинено законам привычного мира, а вот исследует какую-то более тонкую грань жизни вот это вот как раз исследование тонкой грани жизни я как будто чуть-чуть уловил. Возможно, я для себя чуть-чуть придумал в Дюне. Но кто знает, может быть, это было... Ну, это часть свойства искусства не просто сделать все конкретно, а ставить окно для фантазии того, кто это воспринимает, чтобы тот для себя что-то придумал или додумал или допочувствовал, так скажем. Но я ничего не почувствовал. Так что, мне кажется, Цимера лучше получалось там, где он меньше старался. И мое первое место, да, это легенда о короле Крабе. Ого, как будто Юра Федоришин назвался первое место. Но это был Станислав Абдухакимов, тем не менее. Режиссер здесь два. Это, кстати, итальянский фильм. Второй итальянский фильм. Итальянский топ у меня. Олесио Риджо де Риги и Матео Зоппи. Сняли этот фильм которым я также узнал из одного из твиттер-аккаунтов, за которым я слежу, кино твиттер-аккаунтов. И там был просто такой интересный кадр, где главный герой держит в огру... такого огромного краба в руке. Я такой, <laughs> интересно. Вот. И этот фильм поделен как бы так на две части, так скажем. Первая часть части нам показывают по сути такого... Вот как, наверное, Фил в Power of the Dog, да? В исполнении... Как его, еще раз, скажите: Кембербэтч, да. Это такой умный чувак у нас в центре, но о нем не сразу можно понять, что он умный, потому что вот он алкоголик такой. Распиздяй, скажем, прямо. Я не буду даже у -у -у. сейчас пытаться тут. У -у -у. А, можешь вот, еще раз сказать: распиздяй. Он. У -у -у. А, а, он такой грязненький, такой, неопрятный. Бородище у него огромное, такая. И он просто ходит, бездельничает, и это такая вот э, персонификация, такой типа личности нереализованного потенциала, который, в принципе, догадывается, что у него есть потенциал, но у него нет мотивации ничего делать с этим потенциалом. Со всем своим этим умом, со всем этим своей, своей находчивостью или еще чем бы то ни было, что там в нем есть потенциально. Ему нет до этого дела. Он бухает, он встречается с молоденькой девушкой, которая ему нравится, он лежит на поле, смотрит на небо. И просто наслаждается своим медленным разложением на том веку, который ему выпал. Вот такой вот без, без, мотив, без мотивации, такой вот уволень какой-то, я не знаю. Сам актер очень интересный, я его впервые видел. Интересное у него очень лицо. Лицо такое, как будто не из нашего века а из, возможно, позапрошлого века такое лицо. И этим я не хочу сказать, что он какой-то урод или еще что-то вот, А он, оно такое вот, как вот, ну, вы, вы, знаете таких актеров, они такие бывают, как будто они не принадлежат нашему времени. Особенно с этой бородой он так выглядел, как что-то вот. И нам, по сути, и показывают 19 век, поэтому, я думаю, его и закастили здесь. Нам показывают 19 век, ну, конец 19 века. Это маленький городок в Италии, сеттинг первой половины фильма. Вот, и мы просто наблюдаем за буднями этого чувака и тем, какой он такой вот весь, скажем так, протестует против определенных власть придержащих людей, которые, ну, скажем так, притесняют обычного человека, который живет. Например, вот здесь они перекрыли тропинку, которую, через которую раньше очень удобно было вот там вот свернуть и, зайти, и, и быстро докуда куда-то дойти. Вот они здесь взяли и поставили какой-то забор, блядь, что, хуели что ли? И он начинает, короче, вот, ну, бучу какую-то устраивать. То есть он не... Он такой пофигист, но он пофигист в отношении себя, скажем, не в отношении каких-то принципиальных вещей. И вот где-то надо, вот он, у него вот такое чувство справедливости в нем просыпается. Что-то в нем просыпается, когда его заденут. Но мало того, что вот здесь вот эта фигня, этот забор поставили, так еще его и девушку, короче, пытаются как бы... Она потому что красивая, но она такая простолюдинка. Ее пытаются сосватать какому-то такому местному богачу. Возможно, в его какой-то гарем, где у него уже несколько таких красоток. И это ему отвратительно. И этому он хочет и противиться. Ну, а отцу этой девушки, конечно же, это будет выгодно, потому что, ну, его дочь будет среди богатых жить, и ему поможет, собственно говоря. Он ее как вот товар отдает, по сути. А главный герой ее любит, он не хочет, чтобы это произошло. И его вот эта вот безмятежная такая жизнь, она начинает потихонечку напрягаться, и наслаиваются вот эти всякие проблемы на него. Ему приходится проявлять инициативу. И случается трагедия, о которой они будут говорить, что происходит, но с девушкой эта трагедия связана, и довольно жесткий сценарий там разворачивается у нас. А после чего у нас происходит вторая половина фильма, в которой мы даже мы абсолютно дезориентированы. Нас бросают в сеттинг Аргентины конца 19 века. Это, извините меня, другой континент. Если у кого-то была двойка, а то и кол по географии. У меня. Вот, это Южная Америка. Uh -huh. Спасибо. <laughs> а, да, и совершенно другой сеттинг. Не вот эта вот Италия с этими полями, с подсолнухами и прочими там растениями. Это вот замечательно там. Вот... Кстати, это все на пленку снято. И такую очень зернистую такую пленку. Прям, ух, прям забористая такая. И очень красиво снят фильм. Один из самых эстетически красивых фильмов года. И потом нас просто бросают в какой-то там океан, какой-то остров с горой, значит. Что происходит? И все персонажи другие, короче. И я такой думаю, это что, альманах, что ли? То есть здесь совершенно про другое будет рассказываться, но потом мы понимаем, что нет, связь с первой, с первой половины, она все-таки существует и довольно прочная, крепкая и значимая. И наш герой как бы потом появляется в этой второй истории, и мы уже задумываемся, потому что сторителлинг вот такой, что он, опять же, тебе ничего не объясняет. И как бы ты уже начинаешь, а как же это связано? Потому что он в совершенно другом амплуа здесь появляется, в совершенно другом амплуа. И он сам на себя особо и не похож больше. И ты как бы такой заинтригованный. Весь фильм тебя вот он держит так вот, особенно с начала второй половины, вот прям за шкирняк он тебя держит. И такой, М, как же это все сюда пришло? Как...? И, и впоследствии фильм все это рассказывает и показывает, и это очень интересно. И да, просто такая есть интересная идея того, что его на этот остров по тем или иным причинам, которые я не буду называть, приводит легенда о крабе. И скорее даже не о, не о крабе, а о сокровище. О сокровище, которое находится на, где-то на вершине этой огромной горы. И где-то вот на этой горе есть маленькое озеро, где какой-то пират спрятал кучу золота. И это такая легенда. И никто не знает, как это озеро найти. И очень интересные и клевые девайсы, реалистичные в этом фильме, заключаются в том, что главный герой, подключив свою смекалку, он понимает, как это можно сделать. Он просто берет и кладет в ведро с соленой водой краба. А потом он вытаскивает его как бы или не соленая, а с обычной водой, не знаю. Он потом вытаскивает этого краба, и тот начинает идти в определенную сторону. А в какую сторону идет? В сторону, где озеро. <соц> Потому что он чувствует за много километров э э э э э вот эту воду, которая есть в этом озере. И он использует его как компас, короче. И вот в этом фильме много таких сцен, где он так достает краба. Краб начинает куда-то поворачиваться, и он идет в ту сторону. И таким образом он так лай лайфхакнул, короче, как можно найти это сокровище. Но сам да, он, конечно, только один не сможет дойти, потому что могут быть всякие опасности, и у него такая целая группа, с ним идет наемников с оружием. Ну и, соответственно, вы знаете, как такие истории обычно кончаются, когда куча наемников идут за каким-то кушем, да. Они начинают грыться и начинается насилие. Вот. И. Просто, да, восхитительный фильм в том плане, что я не знал, куда это идет все это время. Я это действительно свежо ощущался. Я впоследствии читал отзывы, что типа, вот, они у этого автора своровали, у этого автора, но все темы, на которые они называли, я их фильмы не смотрел. Поэтому я допускаю, что если бы я смотрел эти фильмы, возможно, моя оценка не была такой высокой. Но... Видимо, они очень качественно, если это действительно так качественно воровали, и они просто впитали в себя вот этот киноязык, вот эту красоту картинки и операторской работы и идеи вообще визуального драматического плана, который здесь они воспроизвели, потому что вот в этом едином фильме The Tale of King Crab это для меня все замечательно работало. Причем этот фильм он не то, что я вот его смотрел понимал: Вау, это все, это шедевр, это лучший. Он как-то медленно ко мне подкрадывался. Я его смотрел, и постепенно, постепенно, постепенно я понимал, как же мне это нравится. И в конце вот в итоге я просто такой, это было что-то магическое для меня. И как вот он в конце своей второй истории возвращается к первой истории, в этом было что-то просто магическое и красивое, абсолютно красивое, как вот настоящее художественное искусство, что меня прям вдохновило, и я так подумал, да, это, это было особенно, это было особенно. И вот как вот такой свежий экспириенс, это, наверное, был вот самый особенный фильм года, и поэтому я влепил тоже ему 5. Долгое время у меня Will of Fortune and Fantasy был на первом месте с пятеркой, но вот вторая пятерка, к счастью, все-таки появилась в этом году, в 2021, и это вот данный фильм. Поэтому всем советую посмотреть Detail of King Crab, не пропускайте. Особенно тем, кто любит фильмы, снятые, вот, вот очевидно снятые на пленку. Потому что сейчас вот некоторые фильмы снимают на пленку, и ты пару даже можешь не понять, что это пленка, настолько они ее там обрабатывают, очищают картинку, фильтры еще не дай бог какие-нибудь накидывают, и уже там от пленки по сути ничего и не остается от ее ощущения, вот этой вот запечатленной реальности глубинной такой. А здесь это вот то, что мы любим, люди, которые вот до сих пор на эту эстетику обращают внимание и скучают, возможно, по ней. Да, таких, наверное, людей все меньше и меньше будет. Только сегодня я думал о том, как вот сейчас целое поколение режиссеров будет рождаться, у которых не будет ностальгии по пленке. Соответственно, фильмов, снятых на пленку, будет все меньше и меньше. Только хипстеры, может, какие-нибудь будут молодые заниматься этим. Но каких-то серьезных режиссеров, которые снимают на пленку, будет просто все меньше и меньше, 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 меньше. Потому что они просто будут расти в digital эре такой, где для них уже ностальгия будет это. А, я не знаю, какие-нибудь современные фильмы, да, о которых мы сейчас говорим в этих топах. А, и... Но я, я из той эры, когда я видел вот эти изображения так. И здесь это было приятно. Крайне приятно. Вот такое мое первое место. Замечательно. Замечательно. Ну что же, тогда предлагаю приступить к нашим как это сказать? Почетным упоминанием, да. Почетным упоминанием, да. А, тогда начну я. Окей, первая почетка у меня идет купе номер 6. Oh. А, Гран-при фестиваля, все дела. А, сначала первое какие-то впечатления от фильма у меня были достаточно смешанные. Мне этот фильм начал раздражать своей какой-то наигранностью. Особенно эта сцена начальная, где вот главная героиня была в какой-то московской или питерской квартире, уже не помню, угу. с какими-то интеллигентами. И вот как они друг с другом общались. Видно, что там актеров толком-то и не было. И вот там вот все как-то наигранно как-то это было. И, кстати, что удивительно, в этом фильме много не актеров, актеров как бы непрофессиональных. И вот люди, которые просто там работяги какие-нибудь, они играют здесь гораздо лучше, чем вот те вот, интеллигенты с начала фильма. Суть на И у нас восходящая звезда российского кино Юра Борисов, который здесь играет, по сути, значит, как это, сокупешника, можно так сказать. Да, то есть это фильм род муви про путешествие в Мурманск в одном купе, купе номер 6, главной героини, которая приехала из Финляндии смотреть петроглифы, учиться на археолога, учиться смотреть петроглифы в самом Мурманске. И Юра борисова который просто парень, работяга, самый обычный парень из 90-х, которого вы можете себе представить. вот, соответственно, их знакомство друг с другом и общее путешествие что традиционно для род муви тому подобных фильмов. Uh -huh. Но вот сначала вот меня фильм раздражал, и как Юра Борисов отыграл пьяного человека, мне это тоже казалось не совсем убедительным. Согласен. Но потом, потом все начало работать на фильме. Uh -huh. И хотя, конечно, ну, можно сказать, фильм девяно... о 90-х, о России 90-х, мы едем в Мурманск, в Мурманск, Купе, сейчас тут начнется, короче, балабановщина такая в самом... О, я боялся, что поры... это начнется, да. Но нет, нет, фильм абсолютно теплый. Каждый и режиссер здесь очень ловко заигрывает с твоими ожиданиями, да. когда он тебе как-то, вот, так, знаешь, так подводит какой-то момент, что ты ожидаешь, ну сейчас тут что-то случится страшное. но ничего не случается, люди оказываются людьми. Я даже понимании. сейчас, по истечении всего этого времени, задумываюсь: они а же столько лет было со стороны режиссера в том плане, что вот он знает наши ожидания, да, вот он, угу, и угу. он так с ними порой жестоко играет, он здесь действительно, потому что здесь есть несколько моментов, где нарратив мог повернуть в очень плохое место. Я думаю, вот это была бы жестокость, понимаешь, а так-то наоборот мы увидели. просто... Я все время вот, знаешь, я вот как на иголках был в такие моменты. Да, 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 а потому что как бы, ну, мы научены вот каким-то другим Я думаю, в этом и поинт, наверное. Я думаю, он специально это сделал, чтобы типа, ну, чтобы напугать тебя, но развеять предубеждение, так скажем. Потому что многие российские фильмы о 90-х как раз-таки были подобными, что, да, что это страшное время, непростой кризис. Они Чернуха, прям пресловутая. И, да. да. и показывали выворачивая. А здесь как раз-таки нет, что время было как время, да, тяжелое, но были хорошие какие-то моменты. Я думаю, что вот эти персонажи фильма, условно говоря, в наше время живущие сейчас, вспоминают 90-е вот из-за этой истории поездки с огромной uh -huh. теплотой. Uh -huh. поэтому да, это офигенное кино, просто одно из самых теплейших тоже в этом году всем советую. Хотя хотя там сеттинг зима и все такое, ну да. Зима и холод в Мурманск, да. да. Но купе все равно очень классно. Я Закател кстати думаю. Вот этот визуальный контраст, я думаю, он как раз описывает э, ту, э, тот, тот переворот, который делает сам режиссер. То есть, тебе показать «Зиму», но это очень теплое кино. Режиссер сам Финн. Тоже mm -hmm. удивительно. Но очень правдоподобно показана mm -hmm. российская действительность. А следующий фильм у меня «Красная ракета» Шона Бейкера. А, я даже не знаю, как описать этот фильм. Это такая <laughs> драма-история про предприимчивого Мудака, назовем его мудаком, потому что персонаж, он хоть и обаятельный, харизматичный, но он мудак, бывший yeah, yeah. порно-звезда, удобно вечно попадает в всякое дерьмо, в всякие uh -huh. проблемы из-за своего длинного языка, за своей ленивости какой-то, ленности, я не знаю, всяких разных других общечеловеческих качеств. А, и а, вот у него что заканчив... Какие-то еще проблемы. Он приезжает вообще без денег, а, по сути, там, в место, откуда он уезжал. Какой-то мелкий городишка, Сабурбия в самом худшем виде американское. Это не а, Сабурбия, это, 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 это Тех, какой то Техас вот, наверное, вообще, халустия какое-то, да. Да, да. 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 Тотальная приезжать побиты, мы <laughs> не знаю почему, ну и он можно кстати догадаться. По, 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 в порно снимался, то есть это было аж порно, порно, порно актер в прошлом У -у -у. постоянно хвалится, что он там взял кучу порно оскаров и, и как он там называется уже не да, помню, да, да. И тому подобное. Но что в этом фильме замечательно, во-первых, сама эстетика вот этого места запечатлена на, по-моему, 16-миллиметровую пленку, то да, есть какие-то да. моменты... В какие-то моменты она супер грязная, такая угу. вот прям в какие-то моменты она супер с насыщенностью. То есть там кожа по какой-то приобретает болезнь на желтый оттенок чуть ли не А в какие-то моменты картинка достаточно очень чистая, очень красивая. Напоминает такие вот фотографии, сделанную какую-то пленочку кодек, знаешь, такие вот угу. с этими оранжевыми стеночками. И это как здания. бы не случайность, а он это специально под нарратив да, все да, сделано. Да. Да. И фильм потрясающе сыгран просто сам себе, как актеры друг с другом взаимодействуют. Конечно, главная роль Саймон Рекс, здесь он просто потрясающий, на мой взгляд, был. Которого я помню только по очень страшное кино 3, по-моему. Да, и, кстати, вроде у него был сам опыт в порно сниматься. Я Вау, я не знал. Поэтому, да, он как бы знал о чем. Он еще и рэпером вроде был какое-то время, или пытался обычно. мастер на все руки и не только. Вот, и в целом он еще в отличной форме выглядит, такой подкачанный прям, да, подходил на порно-актер отлично. Поэтому, да, это очень клевый фильм, где мы просто погружаемся в вот это захолустье, наблюдаем за его приключениями, попытками снова вернуться в Лос-Анджелес по а всякими обманами и прочими. Uh -huh. В какой-то момент даже фильм приобретает такую трагическую окраску абсолютно неожиданно. И ты еще больше сомневаться начинаешь в персонаже и в, как бы в его каких-то благих качество хоть как угодно. Ну, в общем, да, он мудак. Он антигерой, я думаю, классический антигерой. Да, да. Что-то но... Это вроде сухар... Алекса Даларжа, только менее экстремальная версия. Да, но ну, обаятельный. Ну, обаятельный не тварь такая. Да. Хороший фильм, отличный. Всем рекомендую. А следующий у меня французский вестник. Уэс Андерсон. Вот У -у -у. тут я, конечно, вообще не согласен с людьми, которые начали почему-то этот фильм ругать. Ну, Сандерс снимал, А, Ну, его мучал. ругают за то, что он то же самое делает, типа, как они говорят. Но никто больше этого не делает. Да, <свят> я хочу задать вопрос: да, кто делает, мать его? Ну, то есть, типа, я и когда я, я иду смотреть фильм Уэс Андерсон, я знаю, что я его вижу. Я хочу это увидеть. И здесь я это увидел. Это замечательное кино. Фильм. Конечно, маленькое разочарование было в том, что. Это новеллы. А я когда смотрел трейлер, я подумал: Господи, вот это будет честно говоря, безумная история, как да, этот Гаразатель, как Эльгеран Будапешт. Но нет, да. здесь отдельные новеллы, каждая своей история. По сути, наверное, Войс Андерсон просто набрал, взял с полок свои наработки, какие то сценариев, mm -hmm. что-то пересобрал, переделал, и сделал такой вот Тамаш немножко ностальгический по такой-то литературе как вечно у него всегда там и бывает, потому что никогда вы не увидите у Хандерса, наверное, современный телефон <laughs> в фильмах обязательно будет кнопочный с хрустящими кнопочками или диском там, знаешь, такой. А есть какой-то журнал американский, которому он уподобил всю эту идею, потому что mm -hmm. такой действительно был журнал с такими вот с такой самобытной этой эстетикой, где да, были да, да, определенные да. вот люди, да, которые ездили по миру, собирали эти истории. Он, он реально то ли был, то ли существует до сих пор. Вот он под него это этот... Mm -hmm. он, Фильм называют набором открыток. Да, <составительных> да. И, кстати говоря, каждая там новелла на и кстати, титры тоже заключительные сделаны под арт вот это типа обложки журнала вот. да, там с это разными тоже номерами. Офигенно было за дизайн. А еще здесь все... есть обнаженная на Обнаженная на да, Это лучшая новелла фильма. И, и когда мы говорим обнаженная, мы имеем в виду обнаженная. Обнаженная полностью да, натура. Она была натурщица. И вот hmm. там, вот. Потому что, кстати, это моя самая любимая новелла. А, согласен, Про художника и Я и думаю, Броди. все согласны, что новелла с шаломе самая слабая из. С... Да, 사�... потому что и вот здесь с шаломом меня были большие претензии. Я hmm. вообще как-то не поверил в его. И здесь Это вот было слишком уже, знаешь, самоосознанно типа, вот мы делаем веки приключения у Уэса mm. Андерсона такие, короче. Ну, он был лишним. Конечно, не, не, не имею права такое говорить, но вот не покидал мне ощущение такое при просмотре. Не, не был он там в этой истории, к сожалению. А вот первое с Бенниси Дель Торо и Эндрином Броди yeah. вообще просто восторг. У меня yeah, был. Класс. Эдрин Броди просто великолепен был. Поэтому да, это классический Уэс Андерсон. Ну, mm -hmm. как бы, что мне еще надо, то, то для счастья? No, Пожалуйста. Да. Следующий фильм абсолютно тоже открытие небольшое это Великая свобода, Great Freedom. Oh. Это, по-моему, то ли дебют, то ли не дебют, то ли второй фильм, в общем, немецкого режиссера Степастиана Мэйзи, наверное, так правильно читать, с Францем Роговским в главной роли. Uh -huh. И, по сути, это главная причина, почему смотрится этот фильм, потому что Франц Роговский а, просто великолепный артист. Он у него внешность потрясающая. Вот, вот, кстати, он схож с Юрием Борисовым. Вот У них вот внешность такая красивая мужская, но не то, что вот, как, знаешь, как Тимоти Шаламе, вот прям красивый, прям красиво обложечный да. такой, знаешь. А здесь вот что-то вот есть, такая вот ранимость какая-то у них во внешности Ранимость, во но мужественная, да. Да. Это фильм о так называемом параграфе 175, существовавший в Германии там, в 20 веке, по которому преследовались гомосексуалисты, гей. Да, как бы фильм про Геев, повесточка, плохое кино. Что? А... Геев не понимают и преследуют? Не может быть. Да, да, да. А -а и но. Но фильм, как бы, по сути, ты не совсем про страдания этих геев и тому подобные вещи. То есть он очень сдержанный в эти моменты. То есть я смотрел его со скепсисом такой садил, ага, прям ага. руки так сложил в замок, такой, ну давайте мне, про геев. Не. Ну, посмотрим, что он У Саши на эти вещи глаз намет Он если где-то про то он сразу заметит. да, я сразу замечу. Не гей, ты ни хера. Не рассказывай, мне тут заливай. Но мне просто понравилось, как фильм очень отдаленный. Вот именно. Да, это у меня желудка вырвалось. Но мне очень понравилось просто, как фильм был, как автор был сдержан в этой теме. И мне очень понравилось, весь фильм происходит в тюрьме, в разные временные отрезки, то есть там послевоенная Германия, потом спустя еще какое-то время, и уже там примерно под конец, точнее, под конец существования этого самого параграфа 175. Мне очень понравилось, как здесь выполнена атмосфера этой тюрьмы, она выполнена просто как вот ну не то что это супер страшное место где мучают там убивают людей там я не знаю охранники но просто такое вот уставшее очень уставшее место mm -hmm. реально вот вот это вот вот это мне очень сильно понравилось а, и взаимоотношения персонажей здесь тоже мне показались достаточно реалистичными и, и история как бы немножко вруливает в другое ключ потому что ты сначала думаешь там два персонажа гея как бы они часто видятся в, этих, в этой тюрьме потому что их постоянно отлавливают сажают в эту тюрьму дают там примерно год исправительный полтора года и ты думаешь ну сейчас наверное будет такое страдание Uh, действительно, классическая повесточка Все дела, но нет, нет, фильм достаточно Фильм про другое, а фильм про просто Твою закрытую какую-то личную свободу uh -huh. Которой ты можешь даже не догадываться Поэтому, ну и Франц Роговский, блядь, просто Все, мое, мое, мое почтение Я думал, посмотри, что ему Монака... обязательно Ундину да, Где да, он с Полой Бер, смотреть. это шикарный фильм И посмотри Транзит Тоже с Полой Бер Тоже uh -huh. здоровский фильм Посмотри да, да, обязательно. Поэтому это абсолютно неожиданно для меня открытие. И, кстати, еще один небольшой представитель как бы хорошего кино о такой теме щепетильно достаточно гомосексу гомосексуалистах, которая, Как бы, понимаешь, вопрос в том, что... Ну, Саша, проблема, что я существ... хочу, чтобы ты сделал на Алтербокс список лучших фильмов про геев. И... Надо его конкретно изучить. Кстати, да. Вот. либо лучшие гей-сцены какие-то, или сцены с насилием с мужчинами, пожалуйста. Ну, чтобы туда этот вместить, как его, Германа а я тебе скажу, я тебе скажу, что похожая сцена есть в «Великой свободе». О, фак, я не знаю, хочу ли я или нет смотреть. Да признайся, ну ладно, что ты? Я до сих пор не содроганием Егор уже, я уверен, набирает «Тотербокс» этот фильм и будет качаться. Это одна из самых жестких сцен от «Хрусталев машины», которая есть. Но там без насилия, здесь без насилия как бы было. Да. Ну вот. Но тем не менее, тем не менее, просто как бы проблема существует такая, да, и как вот о ней снимать? Ну, то есть, да. попытаешься к ней приблизиться, это я, потом к комму... короче, да. Идешь. Да, поэтому, ну, здесь лед трескался, но человек прошел. Окей, и замыкает мою линейку фильмов почетных упоминаний. упоминаниях. Не смотри наверх, Адама Макея. Оу! Что, блядь? Да. Кто здесь? Это не я. Кто здесь? Выйди, выйди. Хороший фильм. <связь> что, да? Значит, я люблю Просада Мамаке. Я его, вот этот The Big Shard, игра на понижении, пересматривал много-много-много раз. Я люблю его <связь> форму, я люблю, как он издевается над ней. Вайс с... Как его? Вот его я не смотрел. Кристина Бейла мне тоже понравился. И мне нравится дикая, вывернутая, прямая сатира на все наше обманутое общество, как оно ему и подобает быть. Многие, конечно, фильм за это и ругали, что он не скрывает, что он без тормозов, практически слишком очевидные какие-то моменты. Но потом мне, мне, мне понравилось это все безумие, когда он куда он устремляется. И фильм говорит о двух ученых, Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, которые заметили приближающиеся кометы, которые расхерачивают нашу Землю, и они пытаются донести эту мысль всему, всей общественности, но вся общественность заботится скорее больше про, там, я не знаю, свадьбу какой-то поп-девицы очередной и тому ну, подобное. Проимешь, никто, никто... и все такое. В общем, не о том всем. Да, и, короче, не думать не об этом и все. И через эту вот саму форму, саму как бы структуру сюжета, сценария конфликта, он выворачивает все, вот это все наше современное общество. Особенно мне понравился Роб Морган в исполнении как бы такого персонажа, а точнее не Роб Морган, подожди, подожди, кто играл а, в перекрестке еще у этого, у Спилберга, как же этого артиста? Марк Райленс? Марк Райленс, да где он здесь играл одного такого соединенного персонажа Марка Цук... Цукерберга и Тима Кука из Apple. Такого типа провидца. И на, даже я бы как сказал Илона Маска. Технологически. Угу. Ну, нет, ну, как бы там скорее больше свои. как... Ну, короче, об... собирать на образ всех этих людей таких лицемерных, когда они на своих презентациях вот это все транслируют Я очень хохотал вот, во многих моментах. А, поэтому, да, это отличная комедия. А, как бы я абсолютно не ожидал, что... Она мне так сильно понравится, но Адам Маккей молодец, он нашел свою форму. Как бы я надеюсь, что он будет ее дальше развивать и радовать меня своими следующими фильмами. И в очередной раз хороший перформанс от Дженнифер Лоуренс, которая раз. Да. Все-таки она да. талантливая актриса. честно говоря, она каждый раз это доказывает. Ну, ну ардикаприо тоже был хорош. Да? Вот да. Комедийные моменты, где он там орать начал, что наше общество совсем манулось, это все это было Он тоже... умеет орать на эти вещи. Он вообще умеет орать. Вот он один из лучших вот, да. в, в, актер, кто умеет кричать и орать. Вот. А еще другой Взяла такой, это Аль Пачино. Да, вот. да, да, да. Я не узнал, здесь Кейт Бланшет, кстати говоря, абсолютно. Она же ведущая играет, да, вот этого морнинг Потом посмотрел в кассе, е твоя мать. Думаю, вот это, конечно. Но да. будьте осторожны, если вы поставите этому фильму высокую оценку, вас будут называть леволибералом, либералом как меня. <режит> 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 да. Видал, видал такой коммент. Да, вот. Да. А, хорошо, Егор, поведай нам свои пять почетных, Окей. если они есть у тебя набрались. Да. Как ты, Саша, называл с конца или сначала? <режит> ну, давай сначала. Но у тебя в конце было десятое место. Да. Ну, это, типа, ага, по... ладно, тогда у меня шестое место Рай и последний дракон, это мультик Ага, я знаю это тут тут, но я его не тоже, смотрел да, да. Ну, Красивый, цветастый Я не знаю, кто там, Дисней или Пиксар Короче, тут тоже имеет место Типа, Disney, типа раскрытие раскрытия своей у, у, Увядшей силы Потому что там дракон, который потерял силу Такой водный дракон И вот они пытаются вернуть все этот баланс жизни Красивая мифология, довольно приятно смотреть седьмое место это последняя ночь в Сохо это Эдгат Райт и я все-таки засунул его в топ потому что здесь ну черт побери э, 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 Аня ну, Тейлор-Джой и, да. и, и Томасин Маккензи я без ума от этих двух актрис с Томасин я познаком с фильма Кролик Джоджо -Джо». она играла еврейку и как она мила боже как она мила и в этом фильме тоже потрясающая Играет деревенщину милую девушку с наивными взглядами, но которая потом трансформируется это было похоже на неоновый демон чем-то такая трансформация в плохую Bad Girl. Mm -hmm. вот. ну, и здесь классный монтаж Эдгара Райт. Все-таки, как технически все это провернуто, все эти интересные склейки и так далее. Это очень по-райтовски затем приятно смотреть. Это такой динамичный, хороший, красивый фильм. Многие там ругают сцены с призраками, что они какие-то такие нелепые, так себе нарисовано, ну пусть будут. На восьмом месте для меня неожиданно это Нобади, никто не... на Лина Шулера. это mm -hmm. жанровый боевичок, mm -hmm. но он, он очень похож на Джона Уика в каком-то ну, концепте. А да, да, сценарист тот же самый, да, что Но здесь мне больше понравилось, чем Джуневики, вот это вот. Сама суть, что чувак идет мстить, идет такой весь... И он причем, он натренированный, он умеет, он все может всех раскидать. И мне больше понравилось, это выглядело как-то паралистичнее. Я потом даже гуглил, что это такое за татуировка 7.2, карты, почему так боятся, что это за тайная какая-то организация. И мне понравилось, что в фильме это как бы не раскрылось максимально так вот, уж как-то просто. Там и было какое-то какое личное дело, показывали, что он никто, там все зачеркнуто. Но что-то не говорили, что это спецотдел, который, там, не знаю, каратель. То есть мы до конца не поняли, кто он такой. И в этом как-то какой-то шарм Недосказанность выгодная была, да? Да, выгодная. Вот. Ну и самый главный персонаж, которого играл, наверное Да, mm -hmm. верно. Да. Это... Тот самый сол. Да, тот самый Сол. Прекрасно выглядит, как уставший мужик среднего класса, но на самом деле может многое. Мне он он нравится, убедителен что был в этой роли. Убедительный. Угу. Я, наверное, думаю, что вы тоже так же подумаете, что третий акт был очень слаб. И да. лидер, он был угу. немножко комичен, в отличие от всего фильма. Для меня лас... э -э третий акт сильно ухудшил мнение о фильме, но в целом у меня было позитивное мнение. Решили да? ну, да, 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 врубить сэмбаз... снимать экшен. Как, -никак, как ни крути. Да, да. Потом на девятом месте у меня идет Лэмб. Это Агнец. Это такой фильм в сеттинге Исландии. Вот этих вот пустошей бездревесных, где живет семейка из жены и мужа. И у них вот внезапно у овцы, а у них там овцы, в Рождество рождается, рождается полуовца, получеловек. Тело ребенка, а голова ягненка. И я думал сначала приписать это там к символизму, что это типа вот мол боги, а это родился ну какой-нибудь там ну Иисус получается, Рождество же родила овца в Рождество такого полубога-получеловека. Я пытался натягивать этот концепт на сюжет, но в конце что-то не получилось. Поэтому я до конца не разгадал всю мифологию и символизм, но этот фильм такой выглядит как нечто что-то подобное как на ведьму Эггерса что ли. Uh -huh. вот та, та жуть... Это И это уже А24, студия, да? Ведь я mm, не ошибаюсь. Точно. Поэтому они, они, они уже много таких наснимались, наснимали хорроров вот с подтекстом определенным таким. Mm, да. То есть не хоррор ради хоррора, а, а хоррор такой с... Либо там литературный какой-то отсылка какая-то есть, либо Фольклор, религиозная, да. фольклорная там, да. Ну здесь интересно. Он такой как бы очень хочется сказать камерный, то там все-таки пространство. То есть здесь очень мало персонажей, здесь такая отрезанность чувствуется и жуть нагоняется. Это и в главных ролях номера позже еще ты не упомянул замечательная актриса. Да, да, да. И на десятом месте у меня тоже спорная штука Титан. она мы поговорим о Титане, да? Она мне запомнится, потому что такого отвратительного восхищения я не видел давно что <Слышать> это странное смешение отврата, жути какой-то, мерзости, поведения вот этого человеческого совершенно негативного. Mm -hmm. И то, как это все выглядит, как ретро-хоррор, как такой трейлер ужасов в духе 80-х, что ли. Необычная тематика вот этих всех сургатных матерей и трансгендерности и прочего. Ну, я не скажу, что это как-то исследуется действительно до конца эти темы, не знаю. Но то, что это сам факт такого фильма, хм, это было необычно. А он мне точно запомнится. А вы что думаете? Я вот... Все говорят вот о нем, вот его, о его скандальности, о его отвратительности. О его... Я вот смотрел вот этот фильм, у меня такое ощущение было, что я смотрю, вот что как будто все смотрели режиссерскую версию какую-то, где-то все есть. А я смотрю театралку какую-то, где все обрезано. Я знаю, я, я, я вспоминаю, как ты про Джокера говорил, что там слишком мало насилия: типа Саше нужен такой ядреный пиздец. Короче. я не знаю. Ну просто эм, я, я ожидал, что сейчас окей, сейчас триор в самом его худшем okay. лучшем да, из встретиться mm -hmm. с Кроненбергом. И вот это все заиграет хорошо. Uh -huh. Но по факту я... я вот, вот смотря даже взять последний фильм Триера, «Дом, который построил Джек», его было uh -huh. отвратительно смотреть, потому что я был соединен с историей, с этим персонажем. Меня сбыли с ним, меня сделали соучастником как бы, потому что я должен был эмоционально как-то контактировать, реагировать на то, что он делал. В «Титане» же... А мне просто показывают вот эту девушку, которая начинает просто убивать людей внезапно. В какие-то моменты мне немножко казалось, что чуть-чуть переиграна, чуть-чуть. Uh -huh. Особенно, когда вот она сидит там дома, уже взрослая, жрет чипсы, приходят ее родители, какой-то uh -huh. YouTube-пережимки, ужимки. Вот это все uh -huh. было too much для меня. Uh -huh. Она начинает просто убивать людей. Потом начинается сцена, uh -huh. вот, где она убила людей кучу там в доме с этим каким-то да, вот, внезапно да. веселой худше, музыкой. Навер... Наверное, а вот, это, вот. а вот он сказал, так, а смотрите, у нас здесь вот так вот смешно, а здесь вот так вот, а здесь мы... Вот... Я понимаю, я, я, я смотрю час фильма, так, и, и я, не, я не понимаю, зачем мне... это, досмотр... То есть я вообще не в этой истории, вообще не в этом концепте фильма. И да. больше всего, допустим, там начался, начался сюжет с этим мальчиком потерянным, нам дважды показали, сначала там по новостям, потом по прямой плакат, mm -hmm. что... Потерян мальчик. Я думаю, ну, интересно, как фильм, как фильм к этому подведет сейчас? То есть, ну, как этот... А никак, просто монтажный катчик, и все. Она уже с этим пожарником, типа, он принял ее за сына. Я как бы понимаю, <связывая> мне сейчас скажут, что... Саш, ну, ты, типа, наверное, старомодный какой-то хер, как бы. Ну, это, это, это так хулиганский, это как хер. бы... Хер. Но, но хер, да, действительно, я как бы... По-немецки «Господин», кстати. Я не... Это, меня суть на это не цеплял. Я просто смотрю как на стекло. Идея, где виднеется слегка мое отражение какое-то. Я не понимаю. И последние 30 минут фильма я посмотрел доматывая вот так вот. Потому что угу. это фильм-концепт. Он весь состоит из идей, каких-то концептов. А фильма нет самого. Очень. История Да, я, я, согласен, нет. я согласен, я согласен, я согласен. Я, я вижу здесь много идей в этом фильме. И эффективное их изображение. Вот конкретно вот такое... Ну, Типа mm -hmm. вот, когда оно тебе в глаза вот так бросается, а по сути весь им почти тебе в глаза бросается, как что-то такое, что должно тебя шокировать. А, вот как она перевязывает свой живот, она втягивает, они прям, она действительно как Кроненберг, она выделяет, как тело выглядит, как вот оно а, mm -hmm. движется, да, и она прям показывает эти вот следы от бинтов, да, вот этих вот, которые которыми она вся, И тебе как, не, как бы неприятно даже сама как будто становится, как будто ты сам хочешь живот втянуть, когда она его втягивает. И в этом виднеется укрытие беременности, как некоторые девушки, наверное, это делают, ты думаешь, да? Или, например, вот как ты замечательно подметил, что э, изображение женщин как инкубаторов каких-то, да? да, вместо да, их, да. вместо того, чтобы они Миш... были хозяевами. Прямо тел... выделение машины массы уже начинается. Да, да. Вот и, и, и есть такая параллель того, как она танцует в начале на потеху мужикам, так скажем, да, которые гетеросексуально увлечены ее формами, и она для них это делает, нежели когда она в конце это делает на пожарной машине уже в своей воле, да, и в своем каком-то новом луке, где она уже совершенно не выглядит как девушка. Она как будто... Ну, нам ее специально вначале показывают суперсексуальной, да, во всех возможных смыслах, очень такие интимные кадры многие там есть. И эротичные действительно. Но как будто фильм весь обтачивает ее и отделяет ее от ее атрибутов женственных, чтобы просто показать в конце типа человека. И мне нравится эта идея, что нам просто показывают человека без, без черт. Мы просто должны думать и знать, что это человек, неважно mm -hmm. какого он пола. И в этом заключается, мне кажется, эта еще идея. Тут еще и трансгендерная тема исследуется, да, перемены пола и то, как родители на это реагируют, да, и то, что вот на втором я пересмотрел перед этим этот фильм, дал ему второй шанс, потому что мне понравился сырое ро предыдущий фильм uh -huh. Джулии Дикорно. Я такой, блин, ну я должен дать шанс еще один шанс «Титан» в уважение к тому фильму, потому что он мне настолько тот фильм понравился, и я очень хотел, я более того, я был уверен, что я полюблю Титан, но этого вообще не случилось. И но вот в этом втором просмотре, когда вот они как бы то есть, вот этот метафорический слой для меня лучше начал работать э, в том плане, что вот когда он, как бы все вокруг, знают, что это не его сын, да, по, по сюжету я имею в виду, по букве да, сюжета, что да. это не его сын, потому что это действительно не так. Он говорит: они не могут мне говорить, что ты не мой сын. А, и как бы это метафорически работает в том плане, что если у тебя в семье сын трансгендер, который поменял пол, может быть, такой родитель, который будет все равно за своего сына, даже если он уже не сын. А он Ты мой ребенок, mm, ты да, мой но... ребенок. Неважно, ты дочь, сейчас ты мне стал, или Это сын. Кл... Это клевая идея. Yeah. Это клевая идея. Они клево замешаны. Визуал в фильме великолепный. Ну, то есть, мне очень нравился какие-то креативные монтажные решения, именно в стыке сцен между собой через звук, через звуковые эффекты, продолжающие звуковые эффекты из одной сцены в другую, да. Но. Расскажите мне тогда эту историю. Ну, как бы, пригласите меня на эту... Я, Дичинку. знаешь, у меня ощущение, Чему что меня этот фильм выглядел? слишком короткий. Мне кажется, mm -hmm. он слишком... При том, что он не короткий, он сейчас 40 с чем-то идет. Но вот для такого охвата, да, который она mm -hmm. здесь взяла, да, все вот эти темы, которые мы перечислили, и их еще больше, чем мы перечислили, создается ощущение такое клиповое от фильма. И типа я хочу задержаться в моменте, я хочу почувствовать их отношения. Это хорошая идея, это все хорошая идеи. это вот хороший концепт для фильма. И но она сняла видеоклип больше. И и кое где вот это насилие, которое она изображает, в частности сцены с массовым убийством под разудалую музыку, что Кубрик миллиард лет назад делал и гораздо лучше в заводном апельсине. Сейчас это уже просто устало, как вялый, висящий хер, <звачу> возвращаясь к херу. А, а, то есть, как, ты, если ты показываешь насилие, оно должно быть либо великолепно снято, чтобы без смысла быть удовлетворяющим, да? Но оно не было великолепно. Оно было порой снято даже как-то ну... посредственно, как будто второй группы, которая доснимывала. Там оно даже ну, не, неказисто выглядело и не, неубедительно. Вот этот, помнишь, кадр снизу, где она стулом куда-то тыкает? Ну, да, что вы там... мне показываете здесь? Это я что, студенческий фильм смотрю? И вот, понимаешь, вот, возвращаясь вопросу, вот когда знаешь вот, ожидания от фильма: да, ты yeah. читаешь все эти комментарии и прочее, Канны просто взорвались. Вот, это что-то типа новое, да. невероятно, Настолько Ой, провокационно Настолько провокационно, а я смотрю, я не понять не могу, а что здесь. Mm -hmm. Провокационно. Что здесь отвратительного для меня? Yeah. Ну, то есть, типа, как yeah. бы, ну, я видел насилие в кино. Я видел. Слушайте, ну, как бы, ну, вот провокационно. Ну, вот у Ханники, в Funny Games вообще не было насилия, как бы. Но там, блядь, ты сидел просто... Бля, там жесть была. Отвратительно это было. Это настолько провокационно было. А здесь я ожидал, ну, мои ожидания, мой враг. но, к сожалению, это главное разочарование 2021 года для меня. Я... абсолютно... Что что я... Что мы можем сказать режиссеру этого фильма? Давай по новой, Миша, все хуйня. Нет, я бы не сказал, что все, потому что все-таки части этого фильма действительно впечатлили меня. Можно было бы, как будто, знаешь, много разных фильмов сделать из этих идей. Вот, в частности, как она трахает машину, да? Вот, это, опять же, отсылка идет... Ну, это, кстати, отсылка уже идет... Наверное, в том числе к Карпентеру и Кристине, где парень влюбился в машину. Да, да, да. И тут и -то с ума Механизация Сошло. тоже повестка, ведь это mm -hmm. сейчас чипы там внедряются, протезы внедряются. Это ну, вот вообще, образ осознания. механизации здесь это и образ перевоплощения опять в трансгендерную тему немножко идет тоже, что типа это что-то новое. Вот когда в конце ребенок рождается, это же гибрид какой-то, mm -hmm. и типа ну, это возможно. Дюкарно да. так выглядит, видит человека будущего, да, свободного, mm -hmm. возможно от предубеждений, который смешает в себе разный пол, возможности разного пола, возможности разного э, сексуальной ориентации и так далее, не обремененного концептами прошлого, возможно. Да, то есть в будущем, знаешь, в будку зашел, то с пол. Да, ч -ч -ч, типа того, было. потому Вышел, что у ну, него даже какие-то порты там сзади, чуть ли не USB порты, поэтому <laughs> по позвоночник. <laughs> может, может, это ссылка к матрице даже была, я не знаю. Но, но вот ее вот эти вызывающие сцены, некоторые из них, да, вот опять же, это сцена массового убийства, это вот если ты такое снимаешь, если ты позволяешь себе такое вот, ну, хулиганское, да, уже фильммейкинг такой, да, он должен быть либо технически невероятен, чем он не был, либо он должен быть драматически подготовлен. Потому что когда я вот это смотрю, у меня просто пропадает симпатия к этому персонажу, потому что она, по сути, убила девушку, которую, кстати, играет девушка из Ро, в главной роли, которая там была, которая к ней хорошо относилась, которая к ней тянулась, и которая... Я согласен с тобой. Мне не было дела до нее. Вообще. Вообще. Ну, типа, ты мне показывается просто телка, которая убивает людей. Маньяк да. какой-то, да? да? И почему? И и, и, и вот, хорошо, у фильма есть идея. У нее был этот отец, и там есть. На первом просмотре, кстати, я это не считал, но на втором считал, что ее отец, скорее всего, ну, и, и, короче, и трахал ее инцестом с ней занимался, вот. А, uh -huh. Там такое есть. Я, на самом деле, на втором просмотре это увидел. Но это можно очень легко пропустить. И ты не будешь в этом виновен, потому что это тебе мало, что тебе <соединяем> вообще uh -huh. Uh -huh. подготавливает. А, вот. А тут, типа, она встречается, и она привыкла к таким отношениям, понимаешь, вот этой эксплуатации по, по отношению к себе. Эксплуатация в ее работе, ее тело, эксплуатация дома ее отцом. И какая-то зависимость уже от этой эксплуатации, потому что помнишь, когда она, типа, вот у меня живот болит когда отец начинает ее а ее отец, походу, какой-то гинеколог, или кто он там, и она говорит: ну, потрогай еще здесь, типа, да. А он уже mm -hmm, не хочет mm -hmm. трогать, и она такая недовольная. как будто что это ты от меня отворачиваешься? ты же так любишь делать обычно? Вот. А тут она встречается с нормальной динамикой, где отец ее любит как человека, как ребенка, да. И медленно мы, типа, mm -hmm. видим, как ее сердце растаивает, и ее вот это насилие, которое было. И как я понимаю, вот эти репортажи в ходе того, что вот этих убили, вот этих убили это все она убивала. Она как серийный убийца, по сути. С этой вот ее, mm -hmm. ее орудие убийства это вот эта ее заколка. И мы видим, как любовь растапливает и убирает насилие из ее жизни, потому что там даже есть сцена, где он помогает ей спасти жизнь, и она впервые узнает, что такое спасти жизнь, как это ощущается приятно, да? И вот это вот. Но для того, чтобы мне было, чтобы я радовался за нее, да, что вот она вот изменилась за счет любви, мне изначально должно быть за нее какое-то дело, я изначально должен ей соболезновать, но вот этим моментом, где тебе, тебе только подсказки даются, что что-то с ней не так сделали в прошлом. Потому что большую часть фильма я наблюдаю, как она себя как дрянь ведет просто и обманывает uh -huh. людей. И почему мне должно быть дело? Даже если я с точки зрения информации понимаю, что что-то с ней делали плохое, вы мне ничего из этого не показали и не убедили меня в этом. Я просто вижу девушку, которая творит дичь. И когда вот она начала убивать всех этих молодых людей там, окей, они, может быть, были говнюки и засранцы, хотя, по-моему, даже тот негр, который пухлый такой выходит, даже он с ней мил. Он говорит, а, тебе Но негде поспать? Он ну, можешь... сходить. Не, он еще говорит, ты можешь у меня поспать. Все хорошо с тобой. То есть он как-то вот, ну, uh -huh. понимаешь? И она просто убивает людей, которые даже к ней нормально относятся. И типа, ну... С точки зрения фильммейкера, что она пытается этим сказать или вызвать у меня? Потому что она сама себе ломает ноги таким образом. Она говорит, мой главный герой убивает хороших людей, а теперь соболезную ему. С какой стати? О чем ты? Драма не так работает, если что. Да, вспомнил того же Трира, как бы сопереживание все же этому Джеку, Манеку было в какой-то степени, потому что меня с ним сблизили, мне дали посмотреть как бы немножко на мир его, его глазами голову. да да, да как бы. несмотря на то что это просто психопат был маньяк убийца но тем не менее ну поэтому да поэтому как бы фильм фильм просто не получился для меня то есть и был клевый концепт набор концептов идеи визуальные идеи но это не срослось во что-то что мы называем кино вот и да и мне кажется, он гораздо хуже снят, чем Роб, потому что Роб был на все протяжении хорошо снят. Здесь есть mm -hmm. явно моменты, которые либо дешево выглядели, либо неподготовленно выглядели. Такое ощущение, что у фильма был маленький бюджет. Единственный и тот вот момент, когда симуляция пожара была и там вот, вот ребенку видел ребенка вот и этого обуленного, это прям да. и музыка еще так подчеркнулась. Вот, вот таких моментов бы побольше было в этом фильме. Да. Было бы, было бы здорово, но... Э Этому таймин. фильму как будто еще час хронометража нужен был. <laughs> Такое ощущение, потому что реально, реально это какой-то как трейлер был, честно сказать. Ну ладно. Хорошо, на, на этом мы мы, мы... мы на самом деле должны были поговорить о Титане, все-таки это был большой релиз, нашумевший, и да. мы закрыли этот гештальт, мы закрыли его. Так что теперь, когда мы будем перечислять топы, нам не придется возвращаться ко всему этому опять. Вот. Но я теперь назову свои шесть, ой, да, пять почетных упоминаний. Вот. Я пойдусь по ним просто со скоростью, с которой Титан проходил по своим темам. Вот. И на шестом месте у меня фильм Александра Кобелица, как раз таки, что мы мы видим, когда смотрим на небо. Изумительная mm -hmm. вещь, которая тоже мне напомнила Йорга Салантимас магический реализм, расслабленная атмосфера, э, приятнейшее времяпрепровождение на всем протяжении, ни одной секунды лишней здесь нет, потому что тишина и затяжные дубли — это то, что сделало этот фильм такой, таким уютным, и мне захотелось в нем жить из-за этого. Вот. А на седьмом месте у меня фильм «Эль Планета», то есть это испанский фильм. От Амалии Ульман, молодой девушки, которая здесь главную роль играет, и это ее дебют режиссерский. До этого она была артистом в том плане, что какие-то экспериментальные короткометражные фильмы делала, и какие-то делала перформансы, диджитал перформансы. Сейчас такая тема есть, на самом деле, такие как э, 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 цифровые экспонаты в виде каких-то инсталляций, короче. Mm -hmm. модерн, модерн арт во всей красе Но здесь у нее такой был традиционный нарратив Черно-белый фильм В данном случае у нас И этот фильм, который она из своей жизни взяла В том плане, что она говорит И это правильно Если ты начинаешь делать фильм Первый твой фильм должен быть о том, о чем ты знаешь Ты должен знать, о чем ты говоришь И она знает, о чем она говорит в этом фильме Этот фильм показывает нам Испанию после финансового кризиса когда, собственно говоря, тут у нас мать и дочь, такой очень фемининный фильм, мать и дочь, как вот аппетит маман, такая женская энергия пронизывает каждую секунду этого фильма, и здесь она рассказывает, по сути, историю, как я понял, в своей жизни, потому что его мать была, ее мать в реальной жизни была трофейной женой богатого мужчины. И с этим мужчиной что случилось, или он ее бросил, и в итоге его, ее матери пришлось как бы, ну, ты подсаживаешься на богатый образ жизни, ты не можешь его просто взять и оборвать, типа, ну, теперь у меня нет денег, я буду жить как все, нет, так это не работает. Ты привыкаешь к определенному образу жизни, и более того, ты начинаешь даже себя переубеждать, что ты как будто до сих пор живешь так. И ты всеми силами будешь поддерживать видимость того, что ты живешь так. И об этом этот фильм. А вот дочери и матери, которые привыкли жить роскошно, но как по сюжету становится понятно, а экспозиция в фильме очень тонкая и такая ненавязчивая, ты, то есть, должен ухватить ее, чтобы понять, почему, как и что так происходит. А вот. Эм, но ну, это не какой-нибудь Dark Souls, где вообще не поймешь, да, и надо прям реально углубляться там, бурить что-то. Нет, mm -hmm. здесь это, если ты внимательно фильм смотришь, то все поймешь. Вот. И как бы мы понимаем, что, скорее всего, отец семейства умер, то ли своими естественными, то ли неестественным путем, а, в общем. Но ну, он был какой-то богатый мужик, у которого был какой-то, как типа, подписка какая-то на на год вперед в месте, где он жил в, в городе, вот в Испании, это Барселоне или где это происходит, я не уверен, может в Мадриде. А, и они там живут до тех пор, пока эта подписка не выйдет. И по подписке у него вот этой была вот эта, значит, вот эта аренда этой квартиры. И э, кондитерские изделия каждое утро или через сколько-то сколько дней каждый раз крутые такой набор кондитерских изделий, всякие там плюшки какие-то такие, ну, мучное, короче, всякое такое вот, завтрачное. И вот на этом они выживают. На вот этих вот завтраках, которые им приносят, вот эти вот крутые завтраки, но не каждый день причем. И на вот этой вот в скором времени грядущей, риски выселения, просто выселения. И они не знают, как им выбраться, как, как, что им начать делать, как начать зарабатывать. как прод... И при этом они не просто выживают, но они пытаются красиво одеваться, продолжать, следят за собой. Все, как они раньше до этого делали эту рутину. И вот, это, вот, вот эти взаимоотношения матери и дочери, мне кажется, замечательно были показаны, замечательно написаны. У фильма такое сухое, сдержанное чувство юмора. Где шутки не выделяются каким-то таким: а вот тут надо смеяться, да, или а, какой-то интонации ну, типа когда герои интонациями своих голосов, это вот в американских комедиях очень много, да и в принципе, и, наверное, в российских тоже. Я, я просто их не смотрю, я не знаю. А, что, ну, слова определенным образом, нас, нас уже приучил вот этот киноязык кинокомедии, где мы порой даже можем и не понять, в чем шутка, но мы знаем, где смеяться за счет того, как произносятся слова, да, с какой интонацией ответной реакции какие-то происходят. Это уже закодировано в нас. Этот фильм, он как бы ломает всю эту структуру, и он много из того смешного, что он произносит, он произносит с ровным голосом. В этом плане, опять же, на Лантимаса похоже. И где ты просто, ну, у тебя интеллектуально ты должен работать с фильмом, чтобы как бы, ну, понять, где смеяться, собственно говоря. И юмор здесь хороший. И это ни в коем случае нельзя назвать комедией. Это может быть траги-комедия в чем-то. И такая драма по большей части. Но фильм такой очень легкий. Клево снятый просто, но клево снятый. Черно-белая кинематография здесь очень мне понравилась, в принципе. Вот. И этот фильм такой, он, ну, таких брутальных разочарованиях в жизни, короче, и, и, и о таком, наверное, безнадежном побеге от реальности того, что ты уже не можешь жить, как жил до этого, и что ты будешь с этим делать дальше. Вот эта вот какая-то неопределенность пронизывает этот фильм. То есть ты вроде как смеешься, и тебе нравится фильм, и он тебя позитивные эмоции оставляет, но, как и герой, ты как будто ощущаешь надвигающийся трендец. И такая какая-то обреченность вокруг всего этого фильма есть. А, возможно, поэтому он фильм черно-белый, ну, наверное, он черно-белый по двум причинам потому что любой начинающий фильммейкер делает фильмы черно-белыми, потому что это проще делать. Но и потому что, наверное... Даже та роскошь, которая осталась в их жизни, она теряет цвет, потому что они знают, что это все их покинет так или иначе, и очень скоро. Вот. И это было такое интересное настроение, которое мне очень понравилось. Поэтому Эль Планету я буду пересматривать. Это замечательный, замечательное открытие. За Амалией Ульман я теперь буду следить. И, кстати, эта симпатичная, красивая испанка мне напомнила Инажды Мдеруш. Внешне немножко. Mm. Okay. Uh, немножко, но да, тоже красивый очень. Uh, на uh, восьмом месте у меня Red Rocket, о котором ты говорил, Саймон uh, Рекс. Uh -huh. Потрясающий Шон Бейкер, потрясающий. Танжерин uh, мне понравился, но я сдержанно относился к тому фильму. Тот фильм в свое время был сенсацией, потому что он был снят на iPhone и был эстетически красив, достаточно. Ну никто не мог поверить, что его на iPhone сняли, по сути. И какой-то на тот момент iPhone был, наверное, шестой какой-нибудь. Um, uh -huh. И потом был замечательный проект Флорида который мне очень понравился просто потрясающий был фильм и red rocket это достойный последователь весь каст я считаю замечательный в этом фильме мне нравится его грязная киношная такая эстетика мне нравится центральный персонаж хоть он и тотальный антигерой ему невозможно симпатизировать но кое-где ты все равно желаешь ему удачи против mm -hmm. своих каких-то моральных устоев ты желаешь ему удачи это вот это, я, это Шон Бейкер играет с тобой, как со зрителем. Он говорит, я, я, я режиссер, ты зритель, а вот это мразь, и я заставлю тебя эту мразь полюбить. Это мой челлендж. И он смог его преодолеть. Он смог, как фильммейкер, заставить меня симпатизировать этому гаду, объективному гаду. Вот. Потому что он такой взбалмошный, он такой адвенчургай гай такой, который бегает и попадает в ситуации. И ты как бы... Тебе весело с ним. Хоть ты понимаешь, что то, что он делает, это неправильно. И мне просто себя нравится эта атмосфера Субурби, точнее, вот это вот захолустье, которую он показал. Она мне просто нравится. Мне нравится, что он меня помещает в пространство, он меня часто возвращает в какие-то локации. Я уже начинаю немножко ознакомливаться с этим местом. Это как в этом, у Каберидзе, в, что мы видим, когда смотрим на, на небо. Ты вот чувствуешь это пространство, это место. И тебе даже там, мне вот там даже понравилось, вот, и вот эти его ночные покатушки на велосипеде, все эти его схемы, все эти его авантюры, все это здорово, и я Саймона Рекса, я говорю, я видел его только, наверное, в одном фильме, и это очень страшный кино 3, где он дебила играл, натурального придурка просто, и его не было и я всегда думал что это просто такой ну чувачок какой-то как сказать это даже я не знаю который в, в школе наверное играл вот футбол в американский короче uh -huh. его, его в одну комедию закастили и время его забыло как говорит Паша хлам времени uh -huh. но он вернулся постаревший уже заметно но еще все еще в хорошей форме как ты сказал но такой помятый вот что хорошо в нем в его лице и в его вот Языки тела, в его голосе. Ты видишь, что это такой помятый жизнью человек. И вот такие вот типажи нравятся Шону Бейкеру. То, как помнишь, что он стилизовал Уильяма Дефо у себя, тоже такой да, владелец да. этого отеля, такой тоже. Ты видишь каждую вот его рутину всю, как будто на его лице, на его одежде. И вот он показывает очень живых людей, настоящих в грязной одежде, где-то в порванной одежде. И вот они, они как-то вот вот эту жизнь, вот этот пот их жизни, он как будто все это запечатляет. Вот это мне нравится в том, как Шон Бейкер показывает людей. Кто-то его критикует за это, говорят, что он это фетишизирует и эстетизирует, что в этом плане, в том, плане, что он это эксплуатирует, да? что он как будто бы специально выискивает, да, такие типажи, как будто он получает удовольствие в их изображении, но такое нездоровое удовольствие. Я этого не вижу, потому что, мне кажется, он любит своих персонажей, и это заметно потом, как он их прописывает, какие арки он для них готовит, куда он их ведет да, по сюжету, как он их наказывает, в том числе справедливо. Я не вижу несправедливости в Шоне Бейкере, как в фильмейкере. Мне кажется, он очень даже любит своих персонажей. Всех. Вот. И персонажей хороших в этом фильме хватает. Мне нравится это его бывшая жена, которая, с которой вместе они в порно снимались когда-то. И вся их эта история, да, предыдущая, которая упоминается там про то, что она перестала его слушать и скатилась. И, там его, очень... И... Классная история была рассказана про ее ребенка. Прямо вот сначала тебе просто фотографию показали ребенка, uh -huh. и ты такой, а-а-а, тут что-то зарыто, и он тебе так постепенно, так деталька за деталькой uh -huh. рассказывает эту историю, да, круто. И и как бы вот э сама, вот сама, вот их э история, она ощущается. Вот ты ощущаешь, что между этими людьми была какая-то история до этого. И вот сам этот персонаж, я вот знал таких людей, понимаешь? Mm -hmm. Вот такие вот предприимчивые люди, у которых есть вот эта жилка, но они ее не туда направляют. Они не туда направляют свою энергию. Это вот в том числе Сол Гудман, кстати, которого мы уже сегодня упоминали, вот в Breaking Bad и в Лучше заменитель Сол». Это вот такой талантливый человек, но который немножко неправильно распределяет свою энергию и немножко где-то делает такие, скашивает углы, где не стоило этого сделать. И вот это такой тип, тип людей он есть. Они талантливы, но они никогда не будут успешными. У них, у, них, у них будут неудачи, у них будут трагические случаи в жизни, потому что они не видят, они они наглухо не видят неправильность некоторых своих поступков, они они возможно слишком оправдывают цель средством а, и или средства целью оправдывают, mm -hmm. а, и в этом плане они немножко слепы и их видение оно такое как туннельное зрение. Поэтому это, это очень живой персонаж был Для меня Саймон Рекс Один из лучших в этом киногоде На девятом месте у меня Власть пса, о котором мы говорили Замечательно, просто замечательно Кэмбербич по-новому для меня открылся Фантастическая вещь И на десятом Камон Камон О котором, опять же, ты уже mm -hmm. говорил Я, в принципе, о нем все уже тоже сказал Так что на этом у меня все Так, -с. ну что, теперь Переходим к нашему традиционному зачитыванию комментариев наших слушателей. В этот раз они постарались и на настрочили рекордное много, количество много. топов. Да, но ну, я на самом деле немножко этого ждал, потому что год современный, да. И люди, в принципе, больше смотрят современное кино, чем старое, да. Хотя у нас с вами это все наоборот, потому что мы много старого наоборот смотрим. Так, тогда начнем читать, откуда с Ютуба или с ВКонтакте. Что вам больше нравится? Давайте с. с Ютуба. Да, на Ютьюбе, значит, человек под ником Иш Фракаэль. Я надеюсь, что я правильно прочел тебя, дружище. Десятое место рука Бога режиссера Павла Санатиевна. Прекрасное изображение неаполитанской жизни 80-х, в чем-то карикатурное, но правдивое, как сама жизнь. Мне, мне, таки... мне понравилось Мне он Такими понравился Он у меня на одиннадцатом месте в моем расширенном mm -hmm. топе. Это замечательная картина. Девятое место земляничный особняк. А путешествий каких мало. Я, путешествий, я каких мало. Тоже не смотрел. Восьмой Мейдей, режиссер Кэрен Синоре. Да? Не знаю, возможно, всем нам нужно так нырнуть, чтобы потом вынырнуть со свежей головой. Видимо, персонажи этого фильма нырнули как следует. Седьмое место. Что мы видим, когда смотрим на небо? Жирный лайк тебе, Иш, фракают. Картина грузинского режиссера порадовала как оригинальным сценарием, так и сильными съемками. Душевное кино о тихой грузинской жизни с небольшим элементом фантастики. Именно так. Шестое место после Янга режиссер Коно Когонадо. Да. Красиво, спокойное кино, по атмосфере похожее с Коламбусом, предыдущей работы режиссера. Я могу немножко сказать, в том плане, что -то -то я, см... я смотрел Коламбус, он мне очень понравился. Он у меня в топе mm -hmm. того года есть, но не в, в топ-10, в расширенном топе. А после Янга я не включаю в этот год, потому что я не включаю фестивальные даты, как то выхода фильма. Я включаю только театральные даты, а театрально он вышел а, в двадцать втором году. Вот, угу. Поэтому, возможно, он появится в моем топе 22 -го года. Но как надо мне нравится, и я обязательно посмотрю после «Янга». Пятое место. «Сказка о короле Крабе», о которой ты, Стас, уже говорил. Угу. Просто прекрасно снято кино, грустно и меланхоличное, как песня. Я бы да, я... Наверное, я не упомянул еще этот момент, да. Ощущение меланхолии, оно преобладает. Оно грусти, меланхолии. Это мы забираем тогда. Да. Это по-нашему. Четвертое. «Анет» сильно поставленный мюзикл, что, с редкостью, что... что есть редкостью. Тут написано. Режущий, колющий, обличающий. ты, не стал, да? Я а ну я... ты просто мне сбил немного этот самый прицел, скажем так. Да, мне агрессивно не понравился этот фильм. Я просто от первых минут... Короче, там момент, когда доходим до стендапа, там реально в реальном времени тебе показывают mm -hmm. комедийный стендап Адама Драйвера. И я ощутил, как будто я смотрю опять Ghost Story, где, э, значит, э, Руни Мара 5 или 10 минут ест пирог. <laughs> я такой. <laughs> ребят, <Okay. laughs> Хороший. Но из уважения Каракса я обязательно посмотрю. Я, я люблю Каракса, но не в этот раз. Интересно, интересно будет, какое каком у меня служится мнение. Третье место событие а, режиссера Эндри Дюмана. Популярный Од, фасад. Одри годы... Диван. Одри Диван. Это, по-моему, по девушка, да. Да, просто здесь режиссеры на английском сейчас написаны. Я порой путаюсь, как, э, соответственно, транскрипции. Популярна в последние годы кинематографии тема запрещенных абортов, к сожалению, до сих пор не утратившая актуальности, пробрала меня благодаря динамике фильма, которая передала весь нерв сложившейся ситуации. Я... Я, его перемотками этот фильм сериал. Это тот был редкий момент, где я не могу сказать, что мне фильм не понравился, да. В принципе, мне нравилось то, что я вижу, как это снято. Но в то же время у меня такое было ощущение, каждый раз, как будто я немножко впереди фильма бегу и немножко знаю, куда он идет. Mm -hmm. и, и как okay. будто фильм не поспевал за мной, и из-за этого я его подгонял перемотками. Но в целом вот э, центральный перформанс и как это, кстати, снято, очень похоже на как раз Экиара, который у меня на третьем месте. Это вот именно такое близкое handheld съемка а -а -а, рядом с персонажем. <соцар> Второе место маленькая мама. Петит маман, Селин Сейман. Ну, кстати, Петит маман, Селин Сейман. Интересно, можно читать. <соцар> Эта история гораздо больше коснулась глубины души, чем портрет девушки в огне. Скорее всего, из-за личных параллелей. Тихая, трогательная картина, вернувшая меня в детство. Лайк тебе за это. Первое место тут неожиданно для меня. Память. Опечатополнга Витер Сакула. Я отдельно тренировался. Ты плохо тренировался, потому что он не Вераситакул, а Вераситакул. Вераситакул. Ну, знаешь, мне потребовалось... Опять cool. Ну все, Мне, по, мне потребовалось очень много времени, чтобы тоже это фильм Магическая картина, которую смотришь, затаив дыхание, даже без поиска смыслов. Очень приятно смотреть эту мастерскую работу, но покопаться есть в чем. Это один из редких фильмов, в которых я вышел из кинотеатра, не досмотрев его. Ты вышел из кинотеатра. Вау. Прикол, я вот его смотрел на кинопоиске, и он здоровый фильм, yeah. длиннющий, и его монотонность и статичность кадра, она, конечно, кого-то может зачаровать, но кого-то ну, yeah. выбесит. Я, я впервые в своей жизни смотрел фильм на скорости 2Х. <laughs> Знаешь, Слушай, даже нет, на 2Х меня... он быстрее большинства у меня... фильмов. У меня другая а, история. медленнее. Да. У меня другая история. Я пошел уже в кинотеатр на него. Ну, там, телесумки, ну, на ну, надо идти. И рядом со мной сидели две девчушки, которые как бы на такой фильм вообще не должны были идти. То есть, вот, совершенно как бы... Бегите, я такой, глупцы, короче. Я такой, как да, Генгальд, типа, да, сижу, я сижу такой... <пух> Думаю, ну, сейчас, сейчас точно соберутся и выйдут. В итоге... <пух> в итоге ты ушел. <пух> ушел <сюда. пух> я, единственный, кто ушел, они стали смотреть. Видимо, и они такие, что шиле... посмотри да, на этого э, Нормиса, наверное, да, да, «Мстители» <laughs> смотрят. <laughs> но я почему я шел? Потому что вообще, фильм, фильм, как бы, и вся его идея заключена даже в самом названии и тому подобное, и он о ней говорит очень так понятным прямым образом. Как бы, конечно, ты не считываешь все образы, которые, да, там, все кадры, которые заключил это дело режиссер, но... А тут их, наверное, тебе как будто, из кадров. <laughs> тебе как будто становится все понятное, и какая-то исчезает загадка. мне интересно, докуда ты досмотрел этот фильм? Вот до какой сцены? Если ты помнишь. Так, так, давай вспомним, по-моему, когда они говорили о камнях. Все, я понял, о чем да, то есть это... То есть ты досмотрел до момента, когда она начинает слышать звуки, да, или... Конечно, конечно, нет, это там примерно 100, может, часа пол каких-нибудь уже. А, ну-ну-ну-ну-ну. Я уже... Поэтому да, ну такой топ, замечательный. Спасибо за подробное описание, еще маленькие ремарки к, к своим фильм. фильмам, поэтому да. Следующий Алексей Лукин. Топ-10, коротенький будет. Короче, десятая, последняя дуэль Ридли-Скотта. Хорошая такая средневековая штука, но вообще не законнектился я с ней. Эээ, странно, что... Но это, это уже ты не читаешь комментарии, это стоит пояснить. А это то, что ты говоришь <laughs> <laughs> сейчас, потому что ну... Ну, это до, да, да. до этого были сноски, а сейчас их нет. В смысле, у этого человека были сноски? Ну, у нет, предыдущего. Нет. А у этого их нет. Но да. ты продолжила, так как будто ты дальше читаешь А, а Алексей Лукин да, скажет да. Э, нам недовольство, что, значит, что тут ты а -а -а, Ничего ну, а не присваиваете, да. Просто, да, окей. Девятое место «Белфаст». Восьмое место «Маленькая мама». Седьмое – «Власть пса». «Рука бога» дальше идет. На пятом месте «Дюна». Четвертое – «Ветстайцкая история». Впервые упомянутая в подкасте. Ой, я смотрел. Я еле высидел в кинотеатре этот фильм. Это было тяжело, потому что он настолько мелодраматичный. Я понимаю, что это мюзикл гайс, я все понимаю, но даже, даже в таком контексте для меня было ну, слишком, mm -hmm. драма... ну мелодраматично именно, что Это как мыльная опера была. Я как будто смотрю. Я, я как будто смотрю ремейк бразильского сериала от Стина Спилберга. Такое ощущение, или аргентинского, как хотите. Окей. Okay. Так, на третьем месте у него случайность и догадка. Я тоже не знаю про этот фильм. Я том шла, месте, да. французский вестник. И первое — «Сядь за моей машины». Да. Хорошо. А Керыч Ден... Керыч Данец. Денец. Керыч Денец. Это тебе не версия а cool. Но тут все равно тяжело чего-то. Mad God by Phil Tippett напишет нам Керрис я буду читать это, как он это написал. Закономерный итог 30-летней работы. Шедевр практических эффектов. Я буду смотреть этот фильм, но у него театральная премьера, или вообще какая-либо премьера, по-моему, от 22-го идет, не от 21-го. Он не относится к 21-му году. На втором месте... Петит Маман, Басилинция Ма. Второй лучший ее фильм после Portrait of a Lady on Fire. Я не смотрел, кстати, ее более ранние работы, да, до Portrait of a Lady on Fire. Там, по-моему, Том Бой, еще какие-то там есть. Girlhood у нее есть. Я это все, конечно, заценю со временем. Um... На третьем месте «Dune» by Denis Villeneuve. Жертвуя целостностью сценария, Вильнев потратил все свои силы на один из самых впечатляющих визуальных фильм, что я когда-либо видел. Ну, примерно а, то, о чем мы и говорили, да. Да. А, только у нас это в более негативный коннотации. <laughs> а, на четвертом месте The French Dispatch by Wes Anderson. Это, это, можно это протестовать was... тут неполное название. Как? Неполное название. Можно протестовать. Там Пратис... французский вестник и ой ой, -ой долго еще много да, чего. Да, я, я, кстати, не фанат, когда такое делают. Привет mm -hmm. Алехандр Александр туда. Да, он все а. пару раз так сделал, что-то так <свят> ну, я, я <свят> У него фильм называется «21 грамм», «Beautiful», «Вавилон», «Ревенант». И вот сейчас... Короче, такой... я понял, он накопил слова, и он теперь да. их, э, я, я боюсь, если Нолан пойдет этой тропой, что нас ждет в э, каком-нибудь из его фильмов. А, хим... вот... Математическое уравнение просто название фильма, <свят> Это Уэс Андерсон, мне больше нечего сказать. Это не нравится. нам тоже нечего сказать, да, действительно, мы все сказали, да. На пятом месте: The Summit of the Gods by Patrick Imbert Неожиданное открытие 21 года. Ты вот таким голосом ты прочитал. Какой-то наш типа номинация на Оскар. And the слушай. Я не знаю, что это за саммит. Может быть, конечно, но я не уверен, я не уверен. Так не могу вспомнить. Собор Богов. Окей, Никита Леонов первое место, Лигер Шпица, второе место Титан, третье The Green Knight, четвертое Дюн, и пятое The Last Duel. Ну. Я просто... я скажу, что Никита Леонов неправильно написал название Титан, там все-таки и должно быть написано Титан, это больше идет, это mm -hmm. же французское слово. А, тут ну, титан, двоечка, титан. конечно, нашему веку. Ну, зеленый король, ну. Вот что Ах, Да, можем, кстати, о нем чуть, чуть поговорить. У меня были на него большие, я возлагал надежды, много параллелей выстраивается с Варягом. А, Гриннайт, окей. Okay. Да, Гриннайт, mm. Зеленый рыцарь. Меня разочаровал тотально этот фильм. Причем, знаете, как у меня было? Мне нравится трейлер. Я не могу поверить, что это снял Дэвид Лаури, который снял поскудный, паршивый The Ghost Story. Вот это да! А потом я посмотрел фильм, такой, нет, это имеет смысл, что я это снял Дэвид Лаури. Так что ну, ничего не изменилось, собственно говоря. Мне фильм абсолютно не понравился. Ам... Игровинство <соспорядок> формы над содержанием. Вот так, да? <соспорядок> да, тут, тут тотальная при, при... да, да, да. И, и в плохом да. смысле. Потому что иногда mm -hmm. форма над, над содержанием может э, доминировать в позитивном ключе. Но здесь было mm -hmm. такое ощущение, что... Э, Занюхивался со я... своим пердежом Дэвид Лаури. Ох, ох. Я как-то 50 на 50 отношусь к этому фильму. Как бы... Oh много много oh проблем у меня God. с ним. Ну, в принципе, я нормально. Так, ну, на этом все. На этом все. А, Дик Йохан Сонсон. Первое место, видимо. Память о которой мы поговорили. Второй «Красная ракета». Третье «Дюна». Четыре «Старый Генри» от Понци Панцироли. Что я это? не смотрел, но Шенгей. я посмотрел трейлер. Mm. Пятый. Зола. Или Зола? Яница Браво. Зола. Ш И я этот фильм довольно быстро бросил, потому что он меня быстро бесить начал. Шесть. Власть пса. Семь. Рука бога. Восьмой. Вот Агнец. Такие здесь. Э -э Остров Бергмана, который я тоже подумал, подумал, потом еще когда перед просмотром такой смотрю. Так, ладно, посмотрю еще раз трейлер. Надо ли это смотреть? М -м, я так скажу, Егор, как будто ничего не Я люблю, я люблю Мию Васиковскую, да? Но я даже не смог досмотреть до того момента, когда она в фильме появляется, а она появляется, видимо, во второй половине его этого фильма. Что там какая то Ода Бергману есть вообще, хоть как-то что-то или как? Еще раз? So cool. Ода какая-то Бергману есть, удается. а это происходит на острове Бергмана, в принципе, то есть ну, это, это не, ну, я тот сам -то, остров, где, -то другими где это, это по-моему личный был остров Бергмана, где вот он, ну, нет, нет, да, нет, нет по-моему не не личный, там но нет. там была его, короче, его да, дом, дом был. да. Со собственным кинотеатром, где он писал сценарии свои все почти или там. По-моему, сцены из брака он там снимал, прямо в этом доме. И туда сейчас многие писатели за вдохновением ездят. И что это или сценаристы. Это реально да, сценарист, целая цел, цел документалка такая себе там про дом именно Бергмана. Угу. Фильм меня отторгнул, То есть в центре у нас Вики Крипс, которая, по-моему, Вики Крипс же ее зовут, которая в этом в призрачной нити играла. И, господи, напомни... Во времени, это Шималана. Что? Во времени она это Да, да. Там она тоже играла. Да. И вот этот в теории лжи, как... Я забыл актера... Тим Род. Тим Род, да. Тим да. Вот. Замечательные актеры, как они играли, мне здесь мне не очень понравилось. Мне кажется, мне Хансен Леви может не очень хорошо уметь с актерами работать. Плюс в фильме есть непрофессиональные актеры, которых явно видно, что они либо непрофессиональные актеры, либо они вообще никогда в жизни не занимались этим. Mm -hmm. И такое я вообще не могу воспринимать. То есть я такое не прощаю абсолютно, потому что для меня актерская игра это... Чуть ли не важнейшая вещь. И если я не верю людям в кадре, то я выключаю. И здесь я терпел, терпел, потому что этот фильм много хвалили в течение года, и я его предвосхищ... ну, да, предвосхищал, знаком с этим фильмом. И но тут очень много непрофессиональных актеров, и мне просто было как-то порой даже так, ну немножко полукринжево это все смотреть. Поэтому... Ну окей, и на десятом месте у Дика герой Асгар Фархадид, скорее всего индийское. Это иранский фильм. Иранский. Да. Я смотрел его. Неплохой фильм. Так, все, да? Да, я говорю теперь чье-то место. Я говорю теперь вообще, да Вообще-то я сейчас. Ну у меня, у меня, вот у меня Николай Коньшин Ура, совпало. И на первом месте у него «Красная ракета», а на втором «Тик-так-бум», это фильм с Эдри Гарфилдом, который я так и не посмотрел, а на третьем «После Янга», а на четвертом «Дюна», и на пятом «Точка кипения». Вот что это за «Точка кипения»? Боя, «Точка боя, кипения» — это фильм, про снятый одним планом, как бы думлем, рассказывающий историю просто одного вечера в ресторане. То есть мы там все за кулиси смотрим в ресторане, как происходит. Играет главную роль Стивен Грэхэм, который известен по... Ну, в он был, например, который дрался с альфа «Карта, деньги, два ствола». «Карта, деньги, два ствола», да-да. Замечательный артист. Наконец-то ему дали хоть какую-то возможность сыграть главную роль и тому подобное. То есть у этого фильма похожа судьба, как с «Бэйплэш», когда сначала была маленькая документал... Ой, короткометражка. Uh -huh. И потом, видимо, вот она позволила как бы запитчить, так сказать, что на полноценный проект, полноценный фильм. Мне фильм, в принципе, понравился. То есть э, он хорошо так показывает всю закулисную херню, которая происходит в этом общепите. Тому подобное. Плюс снято одним планом, и операторская работа такая не выпендривается. Что было как бы хорошо. Единственное, что финал был несколько смазан. Но, тем не менее, как бы я получил удовольствие. Может, полтора часа идет всего лишь фильм, поэтому... Я помню, можно... ты еще проводил параллели с «Санка Джемс» в плане okay. вот такой бешеной Ну энергии. да, да, когда просто нарастает это постоянно какое-то напряжение, ты такой... Мне фильм, в принципе, понравился, захватил. Поэтому я как-то немножко так, ух... Ну еще у дела. Николая в почетных упоминаниях «Митчеллы против машин». Uh -huh. а, тоже не знаю, что это. Наверное, мультик? Нет? Не знаю. Возможно. «Аллея кошмаров». Это уже у ну, нас, кстати... Гильермо, Дальторо. Гильермо Дальторо. Фильм, который я посмотрел в один вечер с э, «Лакричной пиццей». И я помню, я шел такой, ну, фильм Д'Артоль будет неплохой, наверное. Как бы я не, не фанат э, формы воды был совершенно. Но думаю, ну, хотя бы красиво будет. Mm -hmm. В итоге я отлично провел время на «Аллее кошмаров». <laughs> Потом ну, у меня развал... зацикленный фильм, скажи. Нет, замечательный. Замечательный. Мне, мне нравится и концовка, и, и, и поход и по действия у меня был фанат. Потом, ну, сейчас главный ивент, лакричная пицца, и чуть не уснул. Ам... Также у него «Одиночки». Не знаю такой фильм. И никто. Который у тебя, Егор, в почетных кажется, да? Mm -hmm. uh, так, да. У меня идет дальше Ruti Z, нижний подчеркивание Z. Ух, ну и никнейм у вас, ребята. Господи, у меня такого даже нет. Как это возможно? Есть, 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 есть. есть. Там H много текста. H E а по популярности он последний. А, хорошо, хорошо, да. хорошо. Первое место классик horror story, классическая история ужасов. Режиссер Роберта Де Фео. Второе место After Young, после Young. Значит, а третье место у нас The Tale of King Crab. Опять же у нас фигурирует. В Или спектуля от меня да. персональная. Uh, Четвертое место Демериум. Uh, так, ну здесь просто режиссер Байунг Писан Ханакун. Я, я попробовал <laughs> прочитать с первого раза, но Ханакун. Хан Ханакун. Вот. У меня, и конечно, еще написано сценарист, тут еще указан. Мне пожалуйста в следующий раз сет дизайнера, да. художника по костюмам тоже указывайте. И у меня, конечно, не очень простая фамилия Абдул но похоже, пора переезжать в Таиланд и взять себе еще более завернутую, потому что у этих тайландцев самые офигительные фамилии. Согласен. Вспомни нашего общего друга Тимофей Ну Да, кстати. Хотя он вьетнамец. Ну ладно. Секунда расизма от Жека. Ну ладно, все Пятое место... ты Конечно, не Так, пятое место Мальгнент злое Джеймса Вана. Шестое The Sadness. Сноска очень близко по духу комиксы Краст. Я Не знаю, не знаю, дружище, не знаю. Но я тебе верю. Седьмое место Петровы в гриппе. Кирилла Серебренникова? Мне, мне тоже понравился этот фильм. Он в моем mm -hmm. расширенном топе. Восьмое. Бас-левел. «День курка». Чуть не прочитал сурка, господи. Замечательно, mm -hmm. кстати, адаптация названия. Мне очень нравится. «День курка» mm — -hmm. это замечательно. Mm -hmm. Девятое. «Mad Гад «Безумный бог», который мы уже раньше упоминали. Десятое место. «All my friends hate me». «Все друзья меня ненавидят». А достойное упоминание, ну, опять же, «Точка кипения» point, очень увлекательный фильм, снятый одним планом, без монтажных склеек. Escape from Tarkov. чё Это был uh -huh. такой фильм? Uh -huh. Ничего себе. «Точка рейд». Одно из главных кинооткрытий года от фильма по компьютерной игре, свободно лежащим на Ютубе, не ждешь одних из лучших сцен в «Перестрелках в кино». Я тебе поверю. И если я помечу, запишу. Escape from Tarkov. Можем идти. Еще и на YouTube можно посмотреть. Вообще сказка. Асакуса Кит. Парень из Асакусы. Снято по одноименной автобиографии Такеши Китана. Комедия с элементами драмы. Чего? Мне нравится, как Черт, У него в да. почетные упоминания включают описание фильма, но не фильмы, которые вошли в топ. <laughs> То есть ну, он больше говорит про знаю. свои почетные упоминания, чем. Вот про... Это я даже не знал парень за Сакусы по автобиографии такие шокированы. Очень Может, интересно было посмотреть. Разбор пояснения типа Are you lonesome tonight? Тебя сегодня одиноко вечером? Просто невероятно красивое кино. «The Spine of Night», «Хребет ночи». А, ровно как и «Mad God», дань анимации 80-х, только не кукольной, а ротоскопической. Самое близкое по духу это «Heavy Metal» 81-го года, коим и вдохновлялись. Мне нравится этот пост, потому что здесь очень много таких фильмов, которых я даже понятия не имел, поэтому лайк. Лайк тебе за это, дружище. Угу. Лора Палмер пишет нам, э, начну с Давай, конца, Десятое место. Сама. «Легенда о зеленом рыцаре». Девятое дюна, восьмое память, седьмое злое. Ну, кстати, блин, как я пропустил. Многие, кстати, хвалят злое. Да, удивление. я в том числе. Да. Шестой Ванда Вижн сериал вычеркиваем. Да. Это скандал. Что мы будем делать с Лорой Палмер после этого? Лора Палмер. Какого черта я спрашиваю? Так вот, черт. убил Лору Палмер. Земляничный особняк. Четвертый красная ракета. Третий Битлз. Get это, это Питер Металлка. Джексон, да. Шестичасовая документалка, насколько я помню. И второе. Сядь за руль моей машины. И первое Спенсер. Ну, кстати, The, The Beatles Get Back таким образом тоже сериал, причем документальный сериал. И поэтому а это тут. Это прям сериал именно. Это, это несколько эпизодов, да. А, насколько и... я помню, вроде да. Это не один фильм. Ну ладно, anyway. Мы, угу. мы, мы расследуем. И вынесем вам приговор, но, но это уже будет постмортом, потому что за Вижн уже казнь. Не удивляйтесь, что потом проснетесь в пакете. Хорошо, тогда я на очереди, у меня Silent EV с тем самым аватаром из Silent Lew. Silent лев, возможно, даже. тихий лев, тогда уж Silent. Лев, да. Ой, подожди, это, 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 Ава из фильма «Жиловский»? Это, из, из, да, это из «Жиловский», да. Угу. Угу. Хорошо, я как Егор тоже с 10-го начну. Тогда Петрова в гриппе на 10-м месте. Опять у нас Кирилл Серебренников. А на 9-м событие Левенмент, который уже упоминался. 8-й купе номер 6, который Саша упоминал в почетных. Действительно хорошее, теплое кино. А 7 худший человек на свете Йоаким, Йоакима Триера. Никак не связанного с Ларсом Фон Триером. Просто так Прикольный для справки. Фильм. тоже интересный, особенно сцен, где они писают, перед другим. Где они писают? Да. Я я вот, этого, я вот этого не помню. Но там была здоровская сцена замедленного времени, где все остановилось, и она бежит. И это мне понравилось. О, да, да, да. Мне фильм понравился, он находится в моем расширенном топе. Но было разочарование, что он, не, что он мне не понравился так, как я думал, что он мне понравится. Особенно, я бы сказал, первое, первый, первый акт меня немножко раздражал даже как фильм написан, как вот он пытается юмор свой выпячивать. Когда он более в трагедию пошел, мне больше уже начало нравиться. А на шестом месте Баби Яр. Контекст. Контекст. Я бы вот хотел контекст насчет вот этого места, но ладно. А, а, пятое место — это «Последняя дуэль». А, на четвертом «Сувенир. Часть вторая». Кстати, в моем расширенном топе есть «Сувенир. Часть вторая». А, и на третьем месте «Власть пса». На втором случайности догадка». На первом «Титан». Вау, как на Титан на первом месте, это необычно. Украинского кинофестиваль Титан на первом месте, так что. Да, там был Спайк Ли, между прочим, Жули. А, вот, вот где собака а, подожди, Бабий Яр, контекст, контекст, это же Бабий Яр, это же место, где в Украине, по-моему, расстреляли это немцы во время Второй мировой, там огромное количество людей. Это, а -а -а. наверное, какая-то документалка, я так понимаю. Maybe. Вот если Maybe. бы Сайлент Лев не поленился и написал, мы бы сейчас не гадали, как три идиота. А, так... ну, выставил нас идиотами, видишь. Вообще. Так, и у нас, по-моему, остался один: тайнек 7-7. Да. Пятое место старый Генри. Четвертое худший человек на свете. Третье лакричная пицца. Держи пятюню. Второе маленькая мама. Тоже лыжи И первая рука Бога Сантина. Вот неплохо. Неплохо. Ну, раз краткость сестра Таланта. Пять Такой фильмов, сори, Респектабельный топ 5 Да, да. Лайк, лайк. А теперь переходим в наши комментарии ВКонтакте в нашем группе да. Кстати, не забывайте подписывайтесь. И чтобы mm -hmm. оставлять такие же комментарии. Следить за новостями Значит, Даньяр Баев пишет десятое место. Фригай это не часом ли последний герой, или как там было с Рейном Рейнольдсом? <связывая> Нет, это этот вот этот фильм, где он осознал себя в игре. Да, кажется, это что... именно оно, да. А, да. Прикольный, кстати, очень веселый фильм. Интересно. Девятое место The Tragedy of Macbeth, трагедия Макбета. Я <связывая> дропнул э... этот фильм, мне он показался <связывая> смертельно скучным и претенциозным. Это <связывая> фильм брать... одного из братьев Коэн, по-моему, Джоэла Коэна, <связывая> да. <связывая> Восьмое место Don't Look Up. Седьмое место The White Tiger. Белый тигр. Шестое, последняя дуэль. Восьмое, гнев человеческий. Четвертое, власть пса. Третье, Хасини. С... <синий> 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 зеленый, как этот самый рыцарь. Второе, Дюна. И первое, худший человек на планете, в мире. Главное, разочарование. Дом Гуччи и Mortal Kombat. Оба не смотрел, но верю. <синий> Я <синий> смотрел Дом Гуччи. <синий> Если смотреть это как комедию, это весело, потому что Роскошно снятый <coughs> фильм с комическими перформансами. То есть mm вот -hmm. есть такое выражение на английском хэм ham", или "hamming it up". То есть когда вот актер на всю играет, да, ну типа переигрывает и, и умышленно это делает. Mm -hmm. Здесь есть потрясающий перформанс от Джареда Лето. только ради него и, конечно же, Леди Гага здесь классная. Но Джаред Лето, как он здесь, какой он здесь смешной? Я до сих пор помню эти. Вот эти этот, вот этот его, вот его высокий тон голоса его просто ради него посмотреть этот фильм и посмейтесь okay, души okay. В оригинале, разумеется. И лучше бы не снимали вообще. <связь> Нет, мне трейлер, это очень нравится. Матрица, Black Widow и 2. <связь> Вином 2. Лучше ту, вообще не снимали это. 2, тухлятина полнейшая. Зачем? Непонятно. Черная вдова. Ну, это понятно, там, дополнение вселенной, тра-та-та, какой-то непонятный фильм. Матрица многие хвалят, многие поносят. Вот, но мне показалось, что этот фильм что Ващевские слишком погрузились в эти символики в свои. Погрузилась. Опять, вот как с... а, там только одна да. делала. А, да, да, да. Вот как вот было с этой самой про Юпитер. У них фильм был. Они там делали англосаксов, mm -hmm. вот это вот все. Mm -hmm. Тут тоже они что-то сделали. Я смотрел обзоры про вот эту поднагрутную их символики. И это печально. Зачем так делать? Непонятно. Да, у них подноготная была во всех матрицах, на самом деле. И есть целый трактат книга, которую продается официальная философия матрицы или что-то в этом роде. Да, это я них, понимаю. У них в каждом фильме это, это для них традиция, они не Это, не это не нормально. Это вот да. философия первой матрицы, она прекрасна, она идеальна, и она была, ну, она актуальна даже сейчас. Ну вот а вот дальше с... лучше бы не снимали. Ну, Все. Матрица, "Матрица Резурэкшнс, мне понравился, он находится в моем расширенном топе. Я не разделяю критики многих людей. Я понимаю эту критику, потому что эстетически довольно сильно отличается, но я считаю, это интересный затяжной сиквел, вот такие вот есть эти типы сиквелов, которые через много лет выходят, и часто они говном оказываются. Матрица, мне кажется, вдохновленный фильмом. Это фильм из ä, ä, породы метамодернизма, где... Ä, сам фильм вербально или невербально, прямо или косвенно комментирует свою, свое свойство как сиквела и свое нахождение в эре, в которой он появляется, в том состоянии индустрии, где он находится, и увязывает этот контекст внутренней логикой мира. И делает это довольно остроумно мне кажется. В частности, потрясающий монтаж мне запомнился из повседневной жизни Нео в его новой вот этой вот капсуле, где его закрыли, где он разработчик игр. И в какой-то момент, иногда, даже, ну, когда ты первый раз этот фильм смотришь, ты даже начинаешь думать: неужели они. Ну, или она, Лана, в этот раз этим фильмом скажет, что все это время он был разработчиком игр, и мы все предыдущие три фильма смотрели это его игры. И, я в... и когда я сидел mm -hmm. в зале. Это меня возбуждала сама такого поворота, но его, конечно, не случилось. Она все потом и к лучшему, наверное, все-таки это было бы слишком чересчур. Но не знаю, мне понравилось, как она заигрывала с тем, что, окей, я через столько лет делаю сиквел. Я сделаю его как собственную психотерапию из-за своих потерян, ну, за, за родителей, которых я потерял, да, которые умерли, и персонифицирую их в Neo и в Trinity, которых я люблю как своих самых любимых персонажей. Я воскрешу их, что она и делает в этом фильме. Поэтому он называется «Воскрешение». В плане экшена где-то хорошо, где-то даже плохо, я бы сказал. Это не сравнится с теми матрицами, что были до этого, потому что в этот раз это не было фокусом. В этот раз фокусом был концептуальный момент, нежели непосредственный вот физический экшен момент, и это видно, а не, не туда пошел, не по, пошло финансирование и внимание. Но в целом мне понравилось. Я этот фильм даже смотрел два раза, и, честно говоря, он у меня даже эмоциональные вызывают ощущения под конец, и мне нравится саундтрек, и саундтрек тоже виноват в моих почти слезах под конец, когда Тринити взмывает вверх, когда ты уже думаешь, что они сейчас разобьются, но она поднимает его вверх. В этом был какой-то триумф, который преодолевал всякие возможные критики его как фильма и больше уходил в сферу идей и моей связи со с теми старыми фильмами. Я как этот фильм как из колодца прошлого, вот этой памяти и репутации Матрицы черпал какой-то вот, вот этот вот катарсис, который я смог получить, потому что mm -hmm. все те же самые люди вернулись к своим ролям, они постаревшие, и их не пытались омолодить, они такие, какие они есть, и в этом была какая-то вот такая универсальная правда, которая заставила меня. Мне понравился действительно этот фильм, мне кажется, в нем есть креативный момент, который заслуживает похвалы. А у меня лично дальше идет Юра Федоришин, кстати. Угу. Вот. А год получился очень слабым. Юра как всегда за покой начинает. Посмотрел примерно 40 фильмов. И количество плохого... А, кстати, друзья, раз уж... Вы примерно знаете, сколько у фильмов этого года посмотрели? Около 30, я думаю. Чуть меньше 0,30. Вообще... Я не точно не считал, ну где-то плюс-минус, я думаю, где-то mm -hmm. так. У, у тебя Егор. 50. У меня около 50, что ли, было почему-то. Mm -hmm. У меня где-то 71 фильм. Не у Юра было губы. 40. У Юра было 40. И количество плохого, и проходного кино сильно больше, чем хорошего. А еще и разочарований была целая куча. Вот. И его лучшие фильмы сейчас я вам перечислю, гайз. Он не стал делать топ, он просто написал список. В принципе, он, по-моему, всегда так делает. А, «Прошлой ночью в Сохо», 8 из 10, а, легенда. Ну, кстати, мне понравился, ну, просто, вот, вот как вот такой экспириенс в кинотеатре, да, я еще на огромном кино, экране его смотрел, и причем я сел довольно-таки близко, где-то на шестой ряд, меня экран обволакивал прям, и как бы мне иногда даже приходилось головой крутить, но я был рад этому, потому что как вот фильм снят, это действительно самый богатый самый красивый снятый фильм эдгара Райта он действительно таков и вот эти сцены я просто мне нравилось как фильм меня обволакивает и для меня это был определенный такой. Классный экспириенс. Вот. В мое расширение топ этот фильм не входит, но я заношу в актив эту работу Эдгару Райту, хоть у него есть много фильмов, которые лучше. Ну, несколько фильмов, которые лучше: Легенда о зеленом рыцаре на, седьмом, э, с, на седьмом, 7 из 10. Шанчи Легенда 10 колец, 7 из 10. Я этот фильм не смотрел и никогда не буду смотреть. Вы не поймаете меня за этим делом? Даже если будете за мной следить 24 часа в сутки, День Курка 7 из 10, Дюна 7 из 10, герой 7 из 10, последняя дуэль 6 из 10, Онода, 6 из 10. Я вот это вот насчет этого я не уверен. Я что не это смотрел. за Ну, я, я знаю, как бы я начал смотреть, но не досмотрел, к сожалению, пока что. Но на чем напомню? О, в самом персонаже Анода, это который бывший такой э, японский военный, который не сложил оружие после конца Второй мировой войны и еще, по-моему, 20 лет партизанил там, на Филиппинах. Причем он, да. судя по всему, даже и не знал, что война кончилась долгое время, так ведь? Да, то есть там по-моему, только командир, который дал ему приказ, как бы остановил его. Угу. Ну, то есть сказал, что все, война окончена, что-то подобное. Да, это удивительная история вообще. Да. Да, гнев человеческий 6 из 10 случайности догадка 6 из 10. Лучший мультфильм Энканто 7 из 10. Тут «Респектуля от Джека летит, непременно. Да, да. Худшие фильмы безумное кино для взрослых. 3 ну, из 10. Я, смат, я смотрел, действительно, очень странные. Он, типа, тоже на каннах, там такой скандал, скандал, тротал. Я дропнул его. Я дропнул. На Берлинском, но я посмотрел целиком. Да. Он скучно снят, он, да. как будто бы снят, как вот. Как, как как за стеклом да то есть мы просто смотрим вот, жизнь людей там все в масках такой mm -hmm. э, актуальный типа вот exactly. но не знаю это же ну, типа, Bad там, Like Banging or or loony Porn правильно right? там еще в конце долгое разбирательство типа такое похоже на судебное вот ее поносят говорят что это что ты сняла это видео там вот этот выложила парнушечный в сеть mm -hmm. короче непонятно что тут пытаются yeah. оправдать да, я, я не знаю, я... когда мне сразу начали совать в лицо не очень эстетическую, такую. О... Ну, откровенное порно, по сути, начали мне совать в лицо. А у тебя было? А у меня черный экран был. Нет, mm -hmm. у меня все было. Я видел эту обнаженку, эти пенисы. Я понял, все, что, что у меня были театральные какая-то версия. И я такой. Может, стоит позже Короче, это мне показать? Потому что сейчас у меня нет контекста, мне это зачем ведь это... главный приз Берлинского кинофестиваля. И смотрите, вот тита... значит, в Каннах выбрали провокационную штуку, и mm -hmm. ну, тоже. Такой вот год. Так, видимо, народ требует э, шока. Короче, mm -hmm. у меня есть саундтрек для этого кино. Mm -hmm. Все. А, Матрица воскрешения 3 из 10. А, Не смотрите наверх 3 из 10. Охотники за привидениями наследники Три из 10. Титан Три из 10. И она три из 10. Но... Жму руку, Юра. Мне вообще удивительно, что у него легенда о зеленом рыцаре 70 из оказался Мне казалось, Юра должен был бы какой-нибудь кол влепить ему этому фильму. Ну, Юра продолжает меня удивлять, и это меня радует. Спасибо тебе большое. Так. Дальше Георгий Коживников. У меня список очень короткий. Значит, а четвертое место – Аннет. Третье – Лакричная пицца. Второе – Власть власть пса. Первое – Красная ракета. Разочаровали Титан и Дюна. Все, коротко, ну, спасибо. Хорошо, да, спасибо. Меня ну, тоже -то разочаровали Титан и Дюна, так что дай пять. Александр Горощенин. На очереди у нас написал комментарий развернутый, как у нас. Ну, это же, правда, расширенный такой топ. Десятое место прошлой ночи в Сохо. Девятый французский вестник. Восьмая последняя дуэль. Седьмой дюна. Шестой гнев человеческий. Пятый отряд самоубийц. За что я... Ну, не знаю, жать ли ему руку. Четвертый аллея кошмаров. Третья матрица воскрешения. Второй Ивалингелион. 3.0 плюс 1.01. Как-то да. раз. Это фильм, Мне нравится, как именно, Джек, ты <laughs> сейчас это прочитал. Я бы хотел, чтобы по всему миру в кинотеатрах именно ты зачитывал это вначале. Как-то так. Вильям 3.0 плюс 1.01. Ну вот как-то так. Как-то раз, как-то так. Раз. И первый Аннет. Почетное упоминание. Вечные в скобочках фильм Марвел. Мы помним. Это важно уточнить, Окей. да. Это важно уточнить. Очень так себе. Лига справедливости за Снайдера. Это... Это Лига Справедливости за косне города. Уставший вздохнул а потом не, не, взять. не время умирать. Это Джеймс Бонд, который мы не упоминали. О, действительно большущее разочарование. И а потом норм. никто. Человек паук нет пути домой. Тоже разочарование. А у него разочарование у Александра. Это зла Ракун Сити. А тут я не смотрел, но заочно согласен. это же сериал от Netflix, или это фильм? Он же был? Или, это или... фильм, я думаю, потому что я его смотрел. Фильм, фильм по-моему, тоже от Netflix, кстати. Mm -hmm. и, и это фильм. Я не знаю, как это может быть означать, потому что, во-первых, это фильм низкобюджетный фильм Netflix, что уже как бы должно намекать. О, и... Закрываемся, да. Но на самом деле, то есть я его сам бы не включил, но я его в кругу семьи посмотрел, потому что на мне ничего было смотреть. Они любят новое именно смотреть, моя семья. Mm -hmm. ну, я их, и мне их приходится уговаривать, чтобы им что-нибудь э, старое включить. А, но ну мы посмотрели этот фильм, <к classics> и как вот чисто вот просмотр на вечер нормально. То есть нормально, это можно вот, по мотивам, нормально. Resident Evil, нормально такой навалили контент. То есть в этом... А, то в 22-м же вышел сериал, получается, сейчас. Сериал, да, это а то, отдельная господи, ипостась. Сколько... Да. Все, я забыл. Отдельный мем, да. А, да, дальше Макс Пейн, Стас. Макс Пейн, да. <laughs> Понравились только фильмы, которые не ждал. Олег кошмаров», «Французский диспетчер» диспетчер, да. И, да, и Аннет. Плюс документалка Эдгара Райта про Спаркс как бонус к Аннет. В ней съемки Анет показаны как сбывшаяся мечта братьев сделать свой фильм. Ведь внести вклад в кинематограф они мечтали с начала музыкальной карьеры. То есть с 70-х. А, вот. Ну, этих, этих братьев я там видел, да. Они тоже начинают там петь и... А, не будем. Разочарование Дюна. Единственный плюс — это крутой каст. Хотя видеть Стеллана в роли злодея уже надоело. Слишком очевидный выбор. Саунд Цимера говно. Мне нравится, как он смачно это написал. Я надеюсь, я не менее смачно это прочитал. Как так? Это же... Да так! Вот так! Вот так! Кто-нибудь отберите у Егора саундборд. Далее. Лакричная пицца. Какой-то неудачный микс любви, сбивающий с ног и призрачной нити. Я не смотрел на это под таким углом, и я не уверен, что я понимаю этот угол, но я подумаю об этом. Вот. не смотрите вверх, может понравиться только леволибералам без чувства вкуса, то бишь мне и Саше. Мне, да. Обожаю быть леволибералом. Без чувства вкуса. Вообще. Знаешь, когда ты уходил с мемории, надо сказать: ну что вы, ну это совсем не Маккей. Я лево либерал, мне такие фильмы не надо. Да, здесь ничего не понятно. по эти ваши фильмы нахуй не нужны. Я люблю, когда Ди Каприо кричит. Здесь слишком вкусно. Я люблю без вкуса. Я пошел. Слишком много палитры непонятные у меня во рту сейчас. Не время умирать. Возможность впервые в истории убить Бонда на экране дали самому скучному злодею. А, Согласен. Да, вообще весь эпилог этого фильма, я напомню какую-то видеоигру, честно говоря. Да. И то, что Бонда надо убить обязательно ударом, авиаударом каким-то, это уже... Вот, же, ракеты, все, и чтобы у него огонь. еще за, за ремнем торчала вот это вот, э, что это было? там кролик игрушечный или что-то... Один это? из лучших Бондов в угу. истории, и так позорно его... Да. Плохо, да, плохо. слили. Короче. Но сам фильм мне мне понравился, я с удовольствием да. смотрел в Первые два акта замечательные, в третьем Очень начались хорошо. проблемы, да. Прошел, прошлой ночью в Сохо смешные сиджай призраки и слитая концовка. Ты «Матрица 4» пропустил. «Матрица 4», действительно, спасибо. Но сначала про ночь в Сохо. Я бы не сказал, что они были смешные, но окей. Концовка, ну, я могу понять, почему она слитая, но там есть визуальные идеи, которые мне понравились. В частности, как они визуализировали эту воображаемую лестницу там. Сложно это описать, надо смотреть. «Матрица 4», да. Видно, что фильм сделан только потому, что продюсера заставили. «Последняя дуэль», «Скучное использование приема Арасямон». Да, Макс Пейна не так-то легко пробить на эмоции, как мы, как мы поняли. А, да, Пейна. наверное. Да. А, Максим Прибылов. «Запомнились только». Перечисляем. «Мемория» и «Титан». Перечисление окончено. Дальше. Самый мерзкий фильм не только этого года, но и вообще, пожалуй, один из худших фильмов, что я когда-либо видел, это Army of the Deaf Снайдера. Это просто жесть. Я не понимаю, как у меня хватило сил досмотреть это до конца. Ну, на самом деле, я не понимаю, потому что я помню, даже на серваке включал. Это, это был первый экспириенс, когда я посмотрел. Я, кстати, не посмотрел, я его проматывал. Но я настолько оказался в неверии от убожества того, что я увидел, это было как будто я увидел что-то новое, новый уровень дна, как будто они пробили новое дно. Я, я просто хотел другим показать. Типа, ребят, вы, вы знаете, смешное. что я только что увидел? Вы, вы этого еще не видели. И я помню на Серваке включал пацанам. Я не знаю, был там Саша или нет, я не помню. А он По ты был? Нет? Нет, не был. Я включал, я транслировал этот фильм, и мы вместе смотрели, как он уебищно снят. Тут буквально каждый кадр – это вот эта вот глубина резкости, где ты видишь только объект впереди, а все остальное размыто. То есть... Насколько я знаю, в этом фильме действительно были декорации, все такое, но их могло и не быть, потому что это все можно было снять на зеленом экране и вставить этот блюр, потому что это выглядело точно так же. Это просто шокирующе плохо снятый фильм, с бессмысленным сюжетом, там, там, там много проблем логического плана даже для жанрового боевика. И экшен стрёмный, мне, мне вообще не понравился экшен в этом фильме. Короче, Зак Снайдер причем сам оператором выступал, и, видимо, вот так выглядит фильм Зака Снайдера, которого все хвалят за его эстетики, да, и хвалили много лет, когда у него нет талантливого оператора, потому что это выглядело абсолютно ворвиглазно, и я бы никому не советовал подвергать свои глаза, этому зрелищу. Между тем, он получил Твиттер <соединяющий> Оскар за этот фильм. Ну, Оскар опускается на новое дно, как всегда. <соединяющий> <что>. <соединяющий> да, Нет да, предела да. совершенства. Так, ну и на этом на этом у нас все, получается, с комментариями. Спасибо, дорогие слушатели, что вы написали, поделились своими фильмами. Это было очень приятно читать, было очень весело. А в этот раз мы решили разбавить как бы их чередовать между другом, я думаю, это получилось хорошо. Ну, я так, даже, так же думаю, что получился хороший подкаст у нас. Все равно мы сделали такой большой хронометраж, как ни старались ужать. Четыре ну, часа. Ну, да, это менее. знаешь, я сейчас каждая, поблюдаю, попытка, сколько... каждая попытка заканчивается неудачно. Но мы работаем над этим. Мы работаем. Что-нибудь мы предпримем. знаешь, как день сурка какой-то уже, честно. Так, пацаны, давайте назовем просто по-лучшему фильму, и все. Значит, все равно в результате пять часов пацаны. Твою мать. Как это работает тем не менее тем не менее спасибо вам ребята мы на друг друга я думаю подчеркнули огромное количество фильмов которые сейчас стоит глянуть когда-нибудь уж найти время 2021 года спасибо вам что слушали и до новых встреч Новые подкасты не заставят себя долго ждать или заставить. Ну, посмотрим. Да, но, новый 22-й год мы обсудим следующим летом. Да, также просто. этим же составом через да. год. Ну, а впереди у нас будет подкаст про 88 год, а да. также специальный спешл. Вот такой вот, да. А какой мы скажем? Или это будет сюрприз мазафака? Пускай Я думаю, сюрприз. пусть будет сюрприз, да, действительно. То есть ну, вас да, ждет сюрприз. впереди сюрприз, а потом про 88-й год. И да, и наш традиционный подкаст про 88-й год, где мы продолжим шагать в прошлое прекрасное и далекое. Ну что, ну все, всем пока. Все, спасибо. До, До встречи. Пока-пока.